Сейчас, брат. У нас сейчас с Камиком была долгая беседа по поводу как раз вот этих... А мужику врубать? И к чему вы пришли? Ну, к тому, что Камик боится экспериментировать. И он показательно такой весь раскрепощенный, а когда дело доходит до дела, он боится экспериментировать. Боится открывать новые... Целочку превращается. Да. Ему говорит, пальчик у мальчика. Нет. Камик, где твой стрим? Ты точно запустил его? Что еще? Запустил? Я говорю, да, я ему уже по жопе шлепнул. Пока только два раза шлепнул. Так. Жо, вот эту фигню сюда мы делаем, да? Чатик. Чатик. Чатик, вот. Не, стой, Саня, где? Выведи, я здесь. Выведи все, Саня. Все. Выведи, можешь этому, можешь Индианычу писать. Сейчас, позвони ему. Ты ко мне ближе садишься? Да я сюда ближе. Да не уговаривайся. Окей. Сейчас, сейчас, настраиваю еще. Ну что делалось, когда узнал, что я столько стримеров в Киеве вообще? То есть как-то привыкли, что все в Москве. Ну просто ты меня смотрела раньше? Ну я видела твои стримы некоторые, да. Ну самые последние, попродлистывала. И что я там делал? Сань, вопрос решен. Что ты говоришь постоянно смешное, или то, что я не понимаю? Так давай я тебе объясню. Что ты не понимаешь? Ну какие-то местные рофлы. Что тебе все с рук валится, брат? Саня суетится что-то, блядь. Или всякие мемчики вообще с охренями. Да, в сторонке. Я могу вообще колонку подрубить? Колонку подрубить. Ой, где Джул? Можно заряд. Ты мне не давал его? Нет, ты забрал Джул, короче, и... Короче, всем привет, ребята! Сегодня у нас проходит прекрасный стрим. Сегодня у нас в гостях Анастасия. Дед, как всегда, знакомит меня с красивыми девушками. Не знаю, как у него это получается. Со своими? В смысле, блядь? С красивыми, не со своими. Подожди, блядь. Стой, стой. Саня, как это, блядь, со своими? Блядь, подожди. С красивыми, говорит, блядь. С красивыми, да. Ну, да, окей. Так, про своих-то не было речи. Надо вообще, надо вообще как-то... Это... Да. Нормально? О, да, нормально. Привет, говори. Короче, не смущайся. Я постараюсь. Это она мне подарила. Короче, тут, блядь, ебать. Что такое? Ничего. Тебе неудобно? Я всегда улыбаюсь. Я на стримах так часто улыбаюсь, ничего. Злой, а что ты такой довольный, короче? А что прекрасная мадемуазель посетила твои хоромы, что я должен грустить? Хоромы, да? Ой-ой-ой. Короче, как ты думаешь, с кем ты останешься? Где мы Джул? Да можешь курить пока. Куртки, может быть, да хуй знает. Бля. Ой, нихуя себе. Не люблю терять вещь. Так, окей. Чатик Ку. Так, где у нас чатик? Есть чатик. Вот справа. У нас чатик. Вот у нас чатик. Что вы там, что вы там выведи это? Выведи фулл страницу, справа налево. В смысле? Вот так вот? Как его Индианыч делал. Ну. Чтоб все видно было. Ну вот видно. Ну. Можно даже вот так и сделать. А у тебя духи есть? Кастинг Вудмана. Да, 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 да. Сука. Кто такой Вудман? Это известный чувак, который порноактрис набирает, самых трахает и снимает. А там не только порноактрис. Ты знаешь такой? Да. Ебать! Я такое не знаю. И там не только порноактрисы же, там же в принципе, то есть ты... понимаешь, это как собеседование. Да? Так, а ты бы хотел в таком получить? А вы, чатик, думаете, куда я стремлюсь? Я именно сюда и стремлюсь, на самом деле. Ты стремишься, чтобы тебя трахнули? Нет, я стремлюсь, короче, устроить кастинг когда-то. А что ты умеешь? Ты умеешь грязюку делать, да, какую-то графическую? Грязюку именно, да. Типа оформление стрима и такое? Ну смотри, я, получается... Во время учебы успела и хостес поработать, поэтому если бы я хотела куда-то пойти, скажем так, папик хостес? И себе найти... Хостес? Поработать. Я знаю, я одну могу взять, которая хостес работает. Да, да. Что такое хостес? Это типа... Хостес — это ты стоишь с красивым лицом, говоришь, давай пробуйте наше мороженое или попробуйте сигаретки, пожалуйста. Подожди, хостес? Где пробовать? Я не курю. Блин, я просто... О, уже узнали, что не куришь. Слушай, а в каких программах умеешь работать? Иллюстратор, Photoshop, InDesign. Фигму так нормально пока не было Фигму? Возможности. Фигма называется, да. А что там? Ну, почти как иллюстратор. Ну да. Так, а что ты можешь, типа, оформление на стрим делать, да, что-то классное? Да, ну, своим я не сильно довольна, потому что, знаешь, вот хочешь для себя хорошо, наоборот, там запариваешься, думаешь, не, мне все не нравится. Понимаю. Да. Ну, а так вообще, да. Собеседование. Да, 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 здравствуйте. Блядь, ну будет, ребят, ну перееду, будет. Мы сначала начнем по лайтовому, знаете, так как на свидании. Сначала настроите себя адекватных, а потом говорите про жопу. Да, не знаю.
А что, только неадекватные прожоры? А вот, Индиана. Так, Индиана, спасибо, Олежка. Так, отключите follow мод на самом деле, да? А, он отключен. Все, отключен follow мод. Здорово, здорово, ребят. Сейчас. Так, смотрите, у нас тут кастинг у Каника, собеседование. То есть это по-другому немного нужно подавать. Вот, то есть смотри, тебя пригласили, да? Вот, да. Ты знаешь, куда тебя пригласили? Вот ты пришла смелая такая, вот тут правильно в лифте сказала, смелая такая, хорошо. Ты знаешь, кто такой, кто Саня? Честно, нет. Это его охранник, да? Серьезно? Да, он дошел до этого уровня, да. Я тоже стример. Его охранник. А я его так иногда там... Когда у Сани не получается. Я заступает на смену другой Сань. Смотри, слушай сюда. Но я на самом деле хочу в режиссеры, и вот я люблю сценки такие ставить. Для начала надо. И я вот думаю, короче, вот ты сегодня первая, да? Ну, в мысли. Нет, первая, что тут смазка делает? Смазка это для очков. Это для очков. Смотри. Ну, блядь, это смазка, да, вот она такой формы. Это, короче, если что, она. Чтобы очко смазать. Слушай, нет, подожди, дай договорить. Хорошо. Но я дам тебе выбор сегодня. Кто будет первым? В смысле? Выбор. Без рофлов могу рассказать, я когда устраивалась графическим дизайнером, но я хотела побыть ведущей, потому что я в театральную студию ходила. Ага. Прихожу вот практически так же, ну вот, к человеку на собеседование, там, ведущий, ага. И он мне полчаса, а я туплю, он мне втирает, типа, ну вот я тебе сделал ведущую, а ты что за ведущий? Я такая, ну там, если вы позвоните 2 часа ночи, я вас там поддержу, дружу. Я туплю, вообще не понимаю, короче, что он типа начал намекать на то, чтобы он тебя будет продвигать, а ты... Прикол в том, что по итогу это даже не телевидение оказалось, а информационное агентство. Какой я добрый в этом плане. И вот без рофлов он мне точно так же поставил два выбора. Или ты как бы ведущая через постель. Причем он специально говорил вот так не... напрямую, чтобы в случае чего, если я его записала на диктофон, он бы не понял, потому что чувак в юриспонденции шарит. Вот, или ты работаешь дизайнером, ну, все на ставку, мы забываем про этот диалог. Я выбрала второе, но по итогу все равно было кринжо, мне там суп мог приносить в банке. Я там что ему понравилось. Пол-литровый, суп, а там аппаратура плавает. Так что я уже сталкивалась, но я выбрала дизайнера, раз я тут сижу. Анастасия. Анастасия, ты же в театральной студии работала, да? Училась. Ну, типа, мама малой была там, господи. Я Буратино играл, нас пацанов не было. Какое у тебя любимое упражнение от сценария еще было? У нас это вообще была какая-то совсем детская залупа. У нас там максимум рот учили разминать вот это вот. Просто я работал в театре. А как, подожди, а как примерно разминать рот? Ну, А, О, И только... А, У, Э, У, вот так, да? Да, да. Там еще что-то... Там вообще детская, это, господи, с 5 по 7, 8 класс. То есть вообще... Это просто в школе что-то? Да, да. Только, ну, центр творчества детей... Юнанство такое. Да, центр творчества детей обычно называют... А сколько лет тебе еще учиться? А я уже закончила, я диплом защитила в этом году. А, я ты же говорила на стриме. Ты и на украинском хорошо говоришь? Не всегда забываю элементарные слова. Ну-ка, давай. Краш-тест. Краш-тест? На украинской мове. Давай. Ще на Мерло. Ми можемо порозмовляти пару хвилин на українській мові, щоб зрозуміти, як ти Україна цікаво базар. Якщо чесно, я, можу я не дуже класно говорю, тому що я з центральної області, і всі говорять на суржику. Ти знаєш суржик? Ну оце. Ну так. Да. Ти смущаєшся. Ти смущаєшся. Ну, слегка, так, ну зараз розслабишся. Я тут, якщо що. Суржик же он і центр, і восток, да. І на суржики. В Одесі я вам тільки на суржики. Ну, взагалі, сценічним таким українським владеют в основному ведучі, журналісти, далеко не всі політики. Да. Да. Я теж не вмію розмовляти. Хорошо, мене хорошо. Ну, а якщо б ти поняла, о чому той чел говорив, короче. А потім до мене доходить, і ти такая, типа, Саня, вопрос, ведуча работала? Нет. Ну, значит, ответ ясен, понял? Ну, слушай, а я как режиссер, я умею ставить оценки. Я тебя вижу, ну, вначале, короче, злой присоединяется, потом гвин подходит. А что мы делаем? Что вы делаете? Драма. Короче... Сань, драма. Давай, сцена, ладно, давай. Что мы делаем, мы покажем попозже, вот, но пока, а пока да. Пока сценку, как. Давай, так ты предположи, что за сценка. Ну, кадр хотя бы вышел, Саня. Давай. Кадр нужен хотя бы, ну, объясни... как бы хотя бы сюжет, Саня. Да, да. Вот мне интересно. Вот. Ты сюжет, сцену ставишь. Сюжет. Я понимаю, но ты сначала так сюжет, смотри, сюжет хотя смотри, бы один. Хорошо, сюжет. Но это если что, 18+ сюжет. Ты соглашаешься? Где контракт? Там такого не написано было. Подожди. Подожди, сейчас иду. Зарплата сейчас придет. Смотри, в течение 30 минут сейчас Глоба придет, короче, зарплата. И все. А ты дома вам в сказку попала? Оно по чуть-чуть, вот так вот, да.
Не, ну окей, какая бы сцена была, если бы на самом деле что-то произошло? Ты можешь спродюсировать, допустим, сцену? Ну, конечно, конечно. Давай. Артур, ты, ну смотри, смотри. Как это я бы... Вот давай. У нас, вот смотри, мы опоздали просто. Вот сначала вы вдвоем должны были сидеть здесь. Мы сидим вот, здесь. Да, вдвоем, камера, да. Все. А что мы обсуждаем? Она приходит, приходит. А что мы делаем? Что мы делаем? Ну, в смысле? Она приходит просто как на собеседование. Она думает, она приходит куда-то на камеру пообщаться, что все, у нас культурненько и так дальше. На самом деле. На самом деле. То есть, надо к ней это расположить. А потом ты начинаешь лезть в трусики. Как это делается? Как это понять? Как это делается? Смотри. Так, подожди, я не в колготках. Не трусики. Может, она уже без них. Может, ты уже без них? Я не надо у нее было это спрашивать. Это нет, у меня дырка на колготках есть. Да, можно без колготок, на самом деле. Ну, так подожди. В процессе все равно колготки не нужны. Они снимают, понимаешь? Она знает, она на опыте. Она на опыте, что? Съесть. Не понял. Колледж творческий, все девочки. У меня ни одного мальчика в группе не было. У тебя вообще. У тебя есть куча подружек, которые ты тоже на стрим можешь позвать? Oh, в теории, да. Май. Саня, я еще два дня. Нет, она уже беременная, одна не по формату. Нам пока тебя хватает, все нормально. Ты где не думай, ты пока не заменима. Ну, пока ты нас не удивила чем-то еще интересным. Я могу на шпагат сесть. Да ну нахуй! Давай! Но не поперечный. Поперечный. Но не поперечный. Давай! Ебать! Не, подожди, подожди, подожди. А давай, знаешь как? Это, нет, давай, нет, слушай, слышишь, давай так, мы станем, и ты на плечи сядешь. Ну, не на плечи, да. Я не планировала в юбке. Одна нога там, другая там. Наши штаны, если есть. Есть шорты, дам шорты. Если что, то да. Есть, мы можем прикрыть. Камик станет вот там, где типа надо смотреть. Не, всегда, если стримлю в юбке, то шорты надеваю, потому что ну его нафиг. Случайно чихнешь там. Хорошо, если ты будешь в юбке, но без трусиков, что ли? Ну я в трусах, но и в трусах же нельзя светить. Ну, если купальник. Я в трусах стримлю. Да, я в трусах. Я без трусов стримлю, я просыпаюсь, постоянно без трусов. Я тоже сам согласен. Нормально. Да. Ты голый так спишь? Так у тебя же камера только по пояс, какая разница? Ты голый спишь постоянно? Да. А без ты трусиков? Нет? Нет, я трусов. Бля, мне так комфортно вообще. Злой, ты слышал когда-нибудь такую фразу? Давай трусы свободу письки. Да, но я типа... Я люблю, я всегда вот оставляю трусы, короче, ложусь голый и потом сколько? Минут 20, ну, просыпаюсь, включаю музычку, минут 20, голые спички. Да, конечно, любуюсь вот в зеркало, вот сюда подхожу, любуюсь в зеркало, блядь, какой, какие у меня формы, какое у меня, блядь, богатство, да? А что ты думал? Всегда такое. Хорошо, Саня, если холодно, блядь, зимой, блядь. Да какой холодно? Он просыпается, там иней, блядь. Не-не-не. Там леденец бы морозного, блядь. Да, ссылка на Twitch будет, на инсту ее будет, да, пельмешка, все. Я ее забираю, все. Пельмешка? Ты много народа смотрела? Куда поехал? А ты уже ехал? Она опытная девочка, да? Ну такая. Она сразу к делу идет. Да, шучу, наверное. Бля, ну как-то надо... Не, нормально она сидит. Не, нам сесть. Давай ты как-то полукругом. Потому что зачем на вас внимание обращаете, ребят? Нет, наоборот. Не важно стол, на самом деле. Мы должны сесть по кругу, чтобы, так сказать, всем удобно было общаться. Да. Ну давайте хоть познакомимся. Хорошо. Вы на кого учились? Потому что я же смотрела стримы, но ты же не говоришь каждый стрим, где что-то. На программиста когда-то учился. Стал финансистом, да. Биржа там туда-сюда. А? Да, и стример. Ну, мне нравится вот творческая деятельность, мне нравится. Очень сильно нравится. Сань. Мне нравится взаимодействие с девушками. Я их понимаю вообще. Я на одной волне, блядь, с ними вообще. Ты финансист? Не хотел на холостяка пойти? На холостяка? Ой, это вообще с удовольствием. Себе девушку там? С удовольствием. Ну, я бы там, ну, мне кажется, я что-то бы подыгрывал, но именно в плане... Ты рассказывал, как очень ты, удобно. Как всех ты в Игорь Габаров рассказывал? Не рассказывал. Она, наверное, видела, нет? Кого? Есть скрипы классные, Игорь можно Габаров посмотреть. А, ну... Не, я видела, как на Майдане тоже подходите, знакомиться. Не надо их смотреть, это не столь важно сейчас. Ну, типа, окей, тебе интересно, на кого мы учились? Ты, да. Как ты думаешь, на кого я учился? Да-да. Ну, ты выглядишь как человек, который, возможно, оканчивал маркетинг. Либо слесаря. Ебать, интересно, а тогда как я выгляжу? Что я должен был заканчивать? Если слесаря сейчас до хрена получают, нормально. Нет, подожди, но я учился на маляра, штукатура, плиточника. Почти угадал. Да, я могу там штукатурить, красить что-то. Ну, типа, я знаю, как работать со щелями. Мне как раз нужен ремонт в комнате, я буду знать, кого звать. Не, серьезно? Покажи мне свою комнату, я тебе скажу, что надо сделать. Да. А, надо зайти к тебе на канал посмотреть, да? Ну, типа, или домой? У меня сейчас фотки нету, типа. У меня обои уже влазят такое. Вот вы тут распределили, тот там маркетинг, это вот на кого я похож? Где я учился? Так, ну ты похож на человека, который что-то
область сисадмин или типа того. Сисадмин! И пошел на охранники, да? Да. Как ты думаешь? А охранник это унизительный этот, но вообще подожди, нет. Но ты понимаешь, что он шел к охраннику очень долго, то есть к таким элитам, то есть он охраняет медийную личность, а да. Ты владеешь узнаваемую личность, которая, понимаешь, на меня было нападение, да. Он просто упал на него и он все обезвредил, да, типа. Все, там обезвредил, он очень крепкий. Тут самбо, да. самбо, сам борьба, школа борьбы. А что смешного? Ну, я просто представила. Я могу, да, я могу сейчас, улыбка, я могу сейчас вот ему сказать да. приказ, и он все сделает. Да. Так что осторожно. Да. Ты смотри, ты с ним... Сейчас, если надо, смотри, ты пиво надо заказать, он уже заказывает. Ты Монстроя знаешь? Знаешь, как он говорит, вынеси. Он скажет, вынеси, я тебя вынесу. Или в телеву. Он говорит, вынеси, я тебя вынесу. Просто вопрос. Да, я верю. Я и просто, понимаешь, я думал, что. Я буду убегать тебя, потому что ты не догонишь меня. Я думал, что просто не справлюсь с тобой. Я позвал поэтому Артура, я знаю, что у него охранник есть. Я думал, что не справлюсь с тобой. Ну, как-то надо тебя будет ломовать. А, я поняла. Ну да, у меня что-то такая прям пицца. Бля, ебать, у него нежные руки. Саня, проверь ее, как ты меня сегодня проверял, Саня. А как он проверял? А у него там с пальцами какая-то рука. А я вампир, кстати. Надо было закусить. Так ты подожди месячный. Что? Бля, у знакомого реально такая была ситуация. Он рассказывал, типа, пришел домой, там, страсть. Кто, вот я? Этот. Не, знакомый. А, да. Типа, страсть, девушка, все, он ее там кидает на кровать. Ну, свет выключен. Он начинает делать куни, говорит, чувствую привкус какое-то железо. Да. Мне месячный. Он такой, а я продолжаю дальше. Читаю. Ты знаешь, я читал в пабликах, есть челики, которые, блядь, вот реально ждут этого дня, чтобы, блядь, они просто не могут отсосаться от этой хуйни. Да, бля, капрофилы существуют, кому это еще? Просто забей на. Вин, что ты скажешь по поводу месячных? Хуйня. А ты как месячные приносишь? Нормально, кстати, мне повезло, мне и безболезненно все. И ты не ебешь? У тебя парень есть? Нету. Не бьёшь мозги. Да, год назад. Ну как, ну ты даешь себе фидбэк, что ты иногда, блядь, я нашел этот джул. У тебя в кармане, кстати. Ну, пожалуйста. Куртки. Спишь? Ты не куришь ничего, да? Ни джула, ни хуй. Ну, кальян могу и то чисто, чтобы... Я такую кальянную классную знаю на районе. Это мне. Привет, Дина. Я ей передаю. Диночка, здравствуй, солнышко. Смотри, какая у меня красавица. Снова сватаю. Да, Диночка вон зашла. Вон. Диночка, привет! О, Дина, привет! Диночка, здравствуй, свадьба. Ты кого ты знаешь? Давай, подожди, ну, вряд ли ты меня знала, типа, как сейчас близко. Ну, да. Расскажи, кого ты смотришь на Твиче и кто тебе нравится, типа, да. Ну, как стример, а не как парень. У меня с Твичом, как у некоторых мальчиков с футболом, то есть, ну, ведь в детстве мне больше нравилось, допустим, поиграть в футбол, чем посмотреть на него. У меня с Твичом примерно то же самое. Я вот смотрела стримы Камика. Да. Не участвовала, но что записи смотрела. Хорошо, вот. да. И что потом, кто еще я подрубала? Вот тебе нравится такой секс-символ Твича, уверенный такой, ну, я люблю накачанный. Я люблю скромных мальчиков. Ну, подожди, брат, почему ты скромный? Брат, я просто, понимаешь, энергетики сколько... Что... Ты меня смущаешь, не говори так много про меня, пожалуйста. Про тебя, бля, я про себя говорю. Я так сейчас чаю с вами. Трудно так. Не говорить. Всем привет и Гвину отдельный. Гвин охранник. Холодные руки, Диночка. Да, Гвину отдельный привет. Диночка, сначала я в Украине, но рано или поздно я доберусь до Петербурга. Сюда Петербург. Я так хочу, продолжим эту тему. Смотрела стримы Братишкина, вот последний там, где он с Юликом проводил. Хесуса немного, да, смотрел. Я удивилась, когда смотрела интервью, что оказалось, что у него половина аудитории больше женская такая. Да, его же... Ничего себе. У я кого? Думала, у кого? Твич, у, кого? У Хесуса в основном женская оказалась аудитория. Серьезно? А ты не знал Ками, блядь? Серьезно? Да. Дядь, у него одни девочки, это вообще пиздец. А у тебя? Жесть. Да. Жесть. Сколько у тебя в Инстаграме? Скажи, у тебя какая у тебя... У меня статистика часть? Больше... Покажи, ну, у меня... Покажи. У меня почти 20%. Да, процент, да, поверь. Ну, нет, скажи, сколько процентов? Почти 20%, да. Девочки. Да. А там есть, да, пацанская аудитория. Очень... Мне говорили. Не, ну, типа, такой парень, вот смотри, Диночка, вон мне пишет, видишь вот эту смайлик. Настя, она смущается. Кого она ты смущается. Еще смотрела? Конечно. Не, ну, такой уверенный мужчина никому, ну, он не может не нравиться, понимаешь? Потому что он раскрепощает такие кисточки, как ты, да? Но пока еще недостаточно. Да. Есть, хорошо. Мне нужно посильнее. Хорошо. Вот, что бы ты делала, если бы я не позвал вот этих двух крепких мужчин?
Вот, чтобы ты это... Ну, я, чтоб я подожди, делал. Подожди, да, вот я первый раз, когда ты меня увидела, вот что, я тебе понравился? Вот, или ты вот любишь скромных? Ну, скромность это же как это оно называется? Что? Это не мужское. Скромное, это не мужское, да. А тебе больше нравится скромная или нет? А я вот такая немножко необычная девочка, мне надо... Ты интроверт? Ну, я, наверное, я просто сама такая немножко сильная, не скажу, да. Что прям ты такой... Ты любишь активный. Доминировать, подожди, ну, ты любишь доминировать, наверное, да? Да. Ну, да, а тут не получится доминировать, тут постоянно полы придется тебе мыть, да. И тряпкой не получится стать. Вообще, вот насчет Хесуса, в принципе, я симпатичным. Каблуки, что? Я тоже. Продолжай. Не, ну каблуки мы все, понимаешь? Давай, ты самоуверенный мужчина сильный. Реально, ты сам себе не говорил, что ты самоуверенный мужчина. Ну, конечно, пока вы здесь пиздите, блядь, вот так вот, смотри, могу взять? Пожалуйста. Могу взять, я тяжелый. И просто, блядь. Ой. Смотри, подожди. Камик, она в юбке, брат, она в юбке, не надо. Да, хорошо. Не, подожди, знаешь, что у меня есть? Слышно, смотри, вот сядь сюда. Артур, сядь сюда. У тебя так же. Бля, подожди. Вот возьми приляг. Не надо меня. Вот так вот, приляг. Давай, типа вот так. Хорошо. Возьми просто ляг. Зачем? Ну, подожди, вот просто. Ну, допустим, я приду. Да, положи руку мне на сердце. А потом на член бьется. А потом на член положи руку. Не, ну ты слышишь, как бьется? Я так в школе разводил. Вот видишь, Артур, вот в этом разница между нами. Ты говоришь, а я делаю. Девушка уже лежит рядом со мной, понимаешь, на кровати. А ты говоришь, ты что там будешь делать. Ладно, пошли. Ты видишь, каким она лицом лежит? Ну, пока на лицо не успел посадить, но в этом между нами. Мне кажется, брат, она лежит на этой кровати и думает, что быстрее это бы кровать Синеарского водоспада упала вниз, блядь. Это водоспад, название водоспада, не надо. Водопада, блядь, давайте. А что, блядь, бан? За что бан? Не понял. За что бан? Нет, за то, ничего не осуждающего не говорил. Не, ну я так понял, что тебе не нравятся такие, как Камик, да? Слишком уверенные в себе. Ой, бля. Правда? Я уже вижу там... Бля, Сань. Что? Сань. Какой кринж? А? Меня заблокировали нахуй. Вот это... Бля. А кто это? В смысле тебя заблокировали? Это этот, достал. А, там ничего не было видно, я контролировал. Окей. Своим взглядом, не волнуйся. Короче, в принципе, стримить очень прям красивым парням сложно. Я когда вебку покупала свою, я покупала ее бэушной. Там такой мальчик симпатичный приходит и говорит, да, я пробовал стримить. Там постримил месяц, второй мне постоянно писали мальчики, пытались со мной познакомиться. Все, я решил вебку продать, поэтому. Бля, еда серьезно? Да, что? Да. Что? Я не в теме. Да. Что произошло? Говорю, симпотного мальчика покупал веб-камеру, он говорил, что он перестал стримить, потому что к нему слишком много мужчин клеилось из-за того, что он... Что за рофы, блядь, давайте сюда, мужчины, блядь, я вас всех потеряю, блядь, ну я гетеро, блядь, ко мне девушки только, мне интересно, Корона? Ждет тренинги по пикапу от Камика, конечно ждешь, потому что в этот момент, ты понимаешь, будешь? Я девушку настолько, наверное, как бы... Раскладываю на месте просто за 2-3 минутки, что она просто, ну, и ты понимаешь, что ты не на ее месте бы делала, чтобы такого самца, как бы, то бишь, тебе нравится под каблук более парни взять, не да. Такие уверенные, как Камиль, да? Вот люблю, знаете, у которых самооценка низкая, чтобы их можно было, если пиздану, то они от тебя и не уйдут. Держу. Можешь мне пиздануть? Не, ну шучу, держу. Конечно я же, но... Я каблук. Держу. Это мой джун. Мне иногда нравится, когда мне на лицо садятся. Мне нравится такое? Не, подожди, да? Ну, когда мне садятся на лицо. Не, наоборот, когда ты садишься. Ты любишь на лицо? Да, у тебя был опыт такой? А почему? Но были мечты такие? Чел. Чтоб я у кого-то на лице попала? Да. И чел просто не мог дышать. Не, ну почему не мог дышать? Чтобы я вот тебе грустно. Вот я думаю, это не то, что это воплощение мечты, это легкое воплощение мечты. Вот, смотри, два парня и девушка, это уже потяжелее будет. Но девушки мечтают об этом. Вот задумываются, по крайней мере, об этом. Как ты, Алик, ошибаешься? Где мой Джул? Брат, Джул твой спиздили. А, вот он. Камень, мне кажется, ты ошибаешься, Саня. Что? Насчет лица? Да, блядь, у многих... Ну, чем больше нос, тем, конечно, лучше будет. Чувак, кто у нас пойми... там? Ты хочешь нос или тебя язык, который... Покажи. Носик, блядь. Трогай. Я испугалась. Нормально. Нормально. Горбинка как раз. Так остренький хочется. Слушай, так, не в носе дело. Дело в языке, который высунется, когда ты будешь садиться. В этом. Чтобы, блядь, как присоска туда, блядь, как знаешь, как кальмар. Кальмар засосался туда и все. Вакуум тебе сделал, и все, да. О чем ты сейчас говоришь, о пылесосе? Да. Ну, про Спанч Боба. Не знаю, кто вы, но я потрапил. Скидварда знаешь из Спанч Боба? Да. Вот пи... Кого он? Скидвард. Скидвард. Я не то послышал. Не-не-не, ни в коем случае.
Так вот, кто тебе, какие типа же парней нравятся? Типа парней, да. Ну, так получалось, что там до 20 лет были немножко такие забитые, забитенькие задроты. А, забитенькие задротики немного. Хотя не, был один такой прям экстраверт, чуть-чуть алкаш, ну, поэтому, наверное, и расстались. Угу. Типа, я с алкоголиками никогда в жизни не сталкивалась. Когда там чувак там выпивает 4 раза в неделю, говорит, нет, я не алкаш. 4 раза в неделю каждый день? Через день. Что, пьем? Прям до синки, ну, просто да? Студент. Нет, я вопрос, слушай, я тебе так скажу, мы с Картманом, вот июль месяц в Одессу как поехали, мы еще не приехали оттуда. Нет, типа... У нас просто, блядь, все пятницы на неделю, блядь. А что же алкоголик? Типа, вот как, вот где-то грань, когда человек просто... Когда чел просыпается с утра и начинает с чарки, это алкаш. Блядь, когда у него кровяка потом с ноздрей идет, потому что у него ужасное похмелье, вот это все, а ты это все вытираешь. Это супер жестко. А как его любил? Ну, не знаю, так полгода, блин, скорее. А нет. Ты очень я считаю, любовь это сильное чувство. У тебя такой молодой человек был. Ну, в том плане, что, типа, ну, это круто. Короче, он как-то нажрался по синьке, настолько сильно, вот после этого я решила расстаться. Он такой, он решил порофлить, но он был настолько в говно, потому что тогда был бесплатный алкоголь. И он мне, короче, в шутку пытался глаза выдавить. Блядь. Шутки, блядь. Что? Это пиздец. Ну, типа, нет, смотри, типа, прям, смотри. Типа прям надавливал, есть, а я... девушки, блядь, ебать. А ты его вообще охуевшая. Я просто сидела, охуевшая. Типа, слышь, я такая... А, ну, ну, типа, в кровати именно, в сексе или просто? Нет, блядь. Или просто. Блядь, ты меня так заебало, что ты на меня смотришь и душишь, блядь. Блядь, нет, вот я знаю, короче, нет, смотри. Смотри, есть фетиши, вот есть фуд-фетифиш. Фуд-фетифиш. Блядь. Это фетишист. Это когда ты на ноги рыбу, блядь. Это то же самое, что, блядь, шиперинг, вот это шиферинг, блядь, я назвал. Фуд-фетишисты. Это когда ты на ноги рыбу. Нет, смотри, есть такая фигня, как вот ножки, да, вот парни вот больше их заводят, вот чтобы у девушки ногти, чтобы она прям, они готовы, блядь, тратить просто нескончаемое количество денег, чтобы именно ножки были, маникюрчик там, ухаживать за ними. Да. Они прям целуют, они возбуждаются. Тоже. Смотри, есть, короче, я встречал девушек, которые вот ты, блядь, шлепаешь ее по жопе, да, она говорит, она кричит и говорит, еще. И некоторые моменты, вот без рофа, ребят, вот есть такие фетишисты, которые ты, блядь, ее типа в миссионерской позе, она говорит, подуши меня. И это бедро. Знаешь почему? Короче, когда ты начинаешь ее душить, там секунд 10, она начинает, типа, терять сознание, и она... Блядь, это пиздец, блядь, Злой. У меня такое было, я тебя кинул. Душили? Нет, это девушка просила подушить ее. Нет, Злой, так... Да ладно, это я... есть такая, Злой, такая хуйня, это, они это, прям это, кайфуют нет, от этого. Саня, осуждаем, это повсеместно. Нет, я просто говорю то, что... Это повсеместная движуха, нет, Сань, это повсеместная движуха. Это какая? Ну, придушить, это повсеместная движуха. Я говорю, очень много любит. Если бы она попросила... Типа БДСМ, да, вот это избиение. Не, слушай, просто придушить, они, блядь, дохуя любят. Нет, а, да? Я тебя съебал. Они, дядь, они просто... Ну, давай, короче... Говорю, не, если бы она попросила харкнуть ей в рот, потому что когда ты видела какое-то такое интервью, где барышня говорит, мне парень при первом сексе мне в рот харкнул. Я так, кринж, а придушивание, по-моему, все так делают, не знаю. У меня подружки очень искренние, они мне часто всякий кринж рассказывают. Да. Давай подружки сюда. Подружки, мы поговорим о ней. Подожди. Откровенно, они готовы на стриме вот такой? Вот я как на стриме вообще попов. Одна из них, думаю, уверена будет, да. Да, то есть, вот вообще любые вопросы, вот как ты, да, там, блядь. Она убыл, говоришь, да, блядь. Сейчас можно? Я так не отвечаю. Сейчас. Подожди, а как сейчас, если вызвать подружку, а слышишь? Говорю, сейчас, мне кажется, за два часа они не приедут. А ты спрашиваешь, чтобы... Не, вот спроси, блядь, насколько ты открытая, да, вот, блядь. Вот, ну, вот тебе сколько, 22 нет, года, ну, смотри, да? Что ты успела повидать? Нет, сколько, ну смотри, если тебе интересно... Блядь, я прям во, бью, я не могу по-другому. Сколько, блядь, было, а? Сколько членов? Да. Вообще мало, опять-таки, колледж одни девки, гимназия одни девки. Ага. То есть, нехватка нет, была, да? Практически мало, да. Маловато. То есть, а парней сколько у тебя было? Мало. Мало парней? Да. Ну смотри, петинг считается. Петинг это не считается. А, тогда вообще хуйня, считаешь, три только, да. Три, да. А у тебя сколько было девушек? Я понимаю, это банальная цифра. Ну, да. Я же типа... говорил, больше 100. У меня подруга и так было, ее засрал. Это без дров. Ее, короче, засрал чувак примерно твоего возраста, ей было 20 лет, он такой, сколько у тебя было парней? 32-33. Я думал, ты... Ну, не, нормально. И он такой, в смысле у тебя было только два парня? Что с тобой не так? Другую подругу чувак потерял девственность с проституткой, а подружку мою осуждал за то, что у нее было там сколько? Один парень. Типа, до нее, типа. Я... Да, короче, парни все такие ёбнутые, что на такие вопросы вообще не...
блядь, твой себе заказал, блядь. Блядь, мы потом похавали. Я не знаю, я не хочу кушать. Не, я хочу кушать, но, блядь, ну это надо прервать. После стрима. Что уже он, блядь, сделал? Чат включи нам. Да, да, да. Я очень люблю кушать. А мне не видно? Чат, мы чат тяжело читать, секса, поэтому донаты работают. Если уже задеть тему секса, окей, я немножко раскрепчусь, я на стримах все не говорю эту тему. Я могу самый интересный секс рассказать. Да, давай. Но это если очень вкратце. Типа, я тогда уже с мальчиком расставалась, мы там пересеклись, поехали на роликах кататься в Dreamtown. И прям на роликах? Да, на роликах в туалете. Вы на роликах были вместе, типа? Вот да охуенно, мне нравится. А вы в примерочной, примерочной не этот, не занимался? Не, на роликах, они на роликах стояли. Я был опыт в этот, примерочной, а этот, аналог опыта нет. Какого? А? Какого опыта? Аналог. Какого? Что? У тебя не было, ты никого в жопу не ебал? Я в смысле, ты чё, ты никого в жопу не ебал? А злой тут зачем сидит? Вот это красиво, вот это красиво. Злой, что ответишь? Ты схаваешь, блядь, ты схавал, блядь. Слышь, а у тебя был опыт? Артур. Артур. Ну, типа, нет. Просили, но ты как бы так себе, да? Дать тебе, брат? Но есть опытный мужчина тут. Ты про что говоришь? Ты не видел видос там, где девушки? Нет, подожди, я не видел. Есть опытный мужчина, что ты скажешь? А? Ты давишь таких-то так. Да, есть тяжело, такое. Да. Ну, опытный мужчина есть. А я привыкла, когда я обычно заглушаю. Ну, ты не сможешь вообще. У тебя нету точки опоры. Не, могу губа громче поорать. Нет, ты можешь. Я могу, вообще тихо разговаривать. Слушай, хуйня, если честно. Смотри. Просто против моей улыбки нет приема, понимаешь? Когда я начинаю улыбаться, все, девушка начинает просто сосать. Слушай, да. Есть как бы. Не, просто девушку нужно подготовить к каналу, и тогда все. Как ты подготавливаешь? Петардой? Нет, конечно. Смазка. Блин, у меня мало своих историй. Опять-таки у друга история, он говорит, у него был анальный секс, и он говорит, вытаскивай член, и вот это, знаешь, кусочек помидоринки на. Не, это, блядь, слушай, ну мы тебе тоже клизмочку купим там туда-сюда. Ну, не надо. Блядь, ты с опытным мужчиной, не хочешь это? Я все сделаю правильно. Мне от опытного мужчины интереснее сначала про философию поговорить. Тебе понравится. Еще, блядь, возьми вот эти часы, которые... Ты джедай? Я? Ты джедай? Почему? Тебе понравилось? Я просто вкидываю мысль, знаешь, она может раскрутить ее очень далеко. Да, она сидит вперед и думает, интересно, как бы сейчас мне камень трахнуть? Вау! Вау! Артур, ты нормально, да. Что? Ты так никогда не думал? Камик, про камика его пенис. Не, ты куда мне тут корнишон, блядь? Там у него, блядь, в инсте написано в описании 24. Да, я сам могу. На, здравствуйте. Не, ты смелый. Слушайте, а вы между собой мерились членом? Ну, знаете, мальчики же все так делают. Не, а зачем мне? Я вообще даже не. А случайно? Ну, я типа... Не, ну, блядь, в бане, я не знаю. В бане, мы не были в бане, который, например... которая для всех. Ну, то есть, не, которая подожди, для мужчин подожди, и которая не, всего. Не, я в Виннице кучу раз такую баню ходил. Во-первых, ко мне даже приставали, блядь, мужчины. Была Винница, кстати, там. Вот. Во-первых, ты поймешь, что типа как бы мужской хуй. Ну, надо подожди, нет, реагировать. Да, конечно. Фишка в том, что, понимаешь, пока типа он в состоянии типа chill out, типа это одно, а когда он просыпается и говорит типа welcome to the club, это другая вещь вообще. Конечно. Я знаю. Это все. Что Хентай не смотрел? У меня была глупость, и я своему корешу одному скинул фотку, говорит, типа. Осуждаем, кто там что-то сказал. Осуждаем, алё. Хентай смотришь? А кто пельмешка, кого ты там банишь? А кого ты там банишь, не понял? Я просто к тому, что типа. Вот вы скинули, типа, вот Саня, злой, вы. Я скидываю подругам, да. Не, мне кореш, говорит, типа. Ладно, я тебе доверяю. Я корешу, понимаешь, самый, вот работает. Потому что, типа, когда он готов, я говорю, типа, я тебе сейчас хуй скину. Ну да. А в холодной воде, ты слышал, я говорил? В холодной воде у всех одинаковые. Самый кринжовый. Всех одинаковые. Пестеречка, вот такое, пестеречка. Вот такое начало. А баты запретка, осуждай. Смерти, кровь и так далее. Баты запретка. Осуждай. Я искал такого. Не, Зой, ты когда-нибудь, типа, блядь, тебя на слабо брал кто-нибудь когда-нибудь? Ну, в каком плане? Ну, понимаешь, смотри, вот у меня был чел, говорит, типа, блядь, мы с ним отдел, говорит, я сейчас хуй скину. Он говорит, а давай. Я говорю, ну, сейчас скину. Ну, давай. Я кидаю. И человек такой, типа, оу, щит! А правда, потом это все по 80-му сходу разошлось. Весь 80-му... Все твои хуй видели? Да, весь 80-му. Если бы кто-то мой член слил, я бы вообще не знал. У нас у физрука колледжа, слили член. И после этого, типа, максимально кринжово было к нему на физру ходить, потому что, блядь, ты такая, ёб твою мать, еще и хуёк такой маленький, знаешь, ещё волосатый. Блядь! Бля, а тебе не нравятся волосатые, да? Ну, просто непривычно, мерзко, подавиться можно, сдохнуть. И вот это вот, да? Вот это вот. А ты не бреешь яйца, что ли? Нет, ты чё рофлишь, блядь? У меня все, блядь, идеально там. Я же говорю, я пиздец максимально чистоплотный. Я это вообще, ну, типа...
Я люблю, чтобы пушисто было. Вот так пушисто? Как лес, как охотник. Блядь. Так он сегодня рассказывал, слушай. У него мачете специально а есть, и он хуярит, блядь. Все прям этот. Ухаживаешь за собой. Гладко, как попка младенца. Ты блядь, попадешь за офигенно. Я бы попробовал. Федофибий. Я бы попробовал. Только не в один день, хорошо? Оу, щи. Да, окей. Да, договорились, Камик. Она сказала, да, окей. Клипуйте, чат. Я потом ей этим клипом буду, блядь, тыкать, нахуй. Бля, пока ты будешь клипом тыкать. Я, да, и не только клипом. Я не только клипом буду тыкать, слушай. Пиздец. Камик, мне сегодня передохнули, блядь. Сейчас там так навалим жестко, блядь, сейчас... Я себя чувствую, как будто, знаешь, пришел на пьяную тусу, там твой дядя какой-то нажрался и такой. Ну, сегодня мы будем с тобой трахаться. Не, не жиза. Жиза? Не жиза. Типа, блядь, надо что-то... Вопрос какой-то появится, нужна тема, а тема уже потом вопрос... Так вот именно, так есть тема. Да, есть тема, как ты хочешь ее трахнуть. Да, очень интересно, да. Классно, я хочу с ней просто поговорить. Я просто говорю, у нее не было опыта, я ей типа как бы... А ты такой добрый услуги. Чел, всем не, свой опыт предлагаешь. Услуги, не, конечно. Какие ну, ты? Подожди, стой, щипач, стой. Это как бы, это для нее, то есть она... Блядь, она камень. Взрослая девушка, она может сама принимать решение. Я просто говорю, что я, ну, как бы, у меня были опыты и да все ты удачные. Подопытный тогда. Понимаешь, он такой, да хуя пиздец, когда я спрашиваю, палец в жопу тебе писала девчонка? Ну, нет. А тебе писала палец в жопу? Нет, это что за жопу, блядь? Так вот, знаешь, в смысле? Такая давайте его, короче, набухаем. И засунем. Да. Чат, да. Можно без этого? Мы можем в сауну поехать. Как найти да? вас на Твиче? Мадемуазель, сейчас скину. Сейчас потом, скину, когда ребят. Спасибо за пятикатку, брат. Сейчас скину, короче. Там Алинорка, нижнее подчеркивание или нет? Это в чате, да. Ой, в листе, да. Да, Алинорка, не, нижнее подчеркивание. Здесь, здесь просто Алинорка. На Твиче. Просто Алинорка. Да. Пельмешка, найди Twitch, этот, TV/Алинорка, Алинорка, и скопируй и поспам. Ребята, подпишитесь, а инста у нее нижняя, Алинорка, нижнее подчеркивание, да. Подпишитесь, вот такая вот девочка у нас раскопощенная, мы будем сейчас... Да. Короче, после стрима мы будем, я думаю, у меня, ну, секс-шопа без проблем, там, с Глова закажут, блядь. Давай как взрослый человек ответишь на вопрос. Ты не давай. Считаешь, что секс переоценен в современной культуре? Я считаю. В современном мире, да, скажем. Да, да, переоценен. Да, но ты хочешь это просто секс. Ты согласна? Что? Секс это просто секс. Да. То есть, да. Покури. У меня вопрос к Анастасии. Ты говоришь, в современном мире, типа, а... Ну, типа, все, раньше нехер наше... делать было, понимаешь? Особенно в студенческие года, типа, ну, это единственное бесплатное развлечение, по факту. Нет, ты говоришь, современный мир, то есть... Алинорка, да. Пельмешка, поспам, пожалуйста. То есть, хочешь сказать, что, типа, до этого никогда не было... То есть, ценности не было ли в чем? До этого. Да не, наоборот, что все, наоборот, чаще это делали. Да, а все, я думаю, что частота не изменилась, просто освещение. И нижнее подчеркивание у него инста. Ну и наши паспорты. Дело в том, что освещение стало больше, потому что сейчас, как бы, ну, принято, сейчас принято говорить обо всем. Да. Раньше не было средств коммуникации, что принято сказать, типа, я да, а сейчас более раскрепощенно к этому относится. Хорошо, хорошо. Ну что тебе открывать? Я тебе так скажу. К отношениям без обязательств. Что? К отношениям без обязательств, как ты относишься? Это каждый сам решает, мне такой вариант не подходит вообще, потому что тебе если... нужен крепкий мужчина рядом. Мне в первую чтобы... очередь мои идеологические предпочтения. А мне пора париков. Это какие? Это на стриме. Да! Да! Да, блядь! Я подъебал его. Так не, просто почему интересно? Ну, типа, не встает на чувака, который там скажет, я только в носу в жизни ковыряюсь и вообще ничем не увлекаюсь, ничего не знаю, ничего нет, но я красавчик. Нет, хорошо, а если он увлекается всем чем-то, но конкретно нет человека, что у тебя не... Нет желания с ним создать какой-то союз, то есть ты понимаешь, типа... Немецкий, блядь! Нет, ну, блядь, мне надо он чисто... Он жестко его подъебал, ребята. Мне надо чисто, ну, какие-то вопросы, блядь, свои решить и все. Вот у меня вот есть желание, мне похуй на остальное. Но это для какой-то девушки подходит, мне такое не подходит. То бишь ты не хочешь... Ебаться с кем попало, нет. Ну и без... Ну подожди, ты сама завела тему насчет переоцененного секса. Да, да. И говоришь, что секс по дружбе это нет. Это просто... Мне не подходит. Чевочка, сперматостеколик. Чево, это, блядь, мой канал, блядь, вообще-то. Блядь. Ты зайди, блядь, ничего себе, блядь. Клитор это ебал. Сема, блядь, гвинт сперматостеколик. Чево. Мы сперматоцикольник, я просто супер открытый, блядь. Зайди, послушай, блядь, какие лекции у меня о психологии, блядь, и вообще. Может, тебе пора ученика найти? Конечно, блин, знаешь, кого бы конечно. Охуенно было позвать к тебе на стрим? Вот эту барышню-психологичку, которая... Как ее?
Нет, на Ютубе, которая... Типа, бля, писки, я понял, жопки... короче, да. А, я понял. Да, я понял. Эвелина зовут или что-то нет, такое, типа, нет? Я в уборную. Черненькая, которая чатик спасибо, рассказывает про всякую да, хуйню, да, блядь. Да, да, вот вы прям... Спасибо, клитор этой бабы. Только она в Америке. Слышишь, это клитор... Клитор это писал, да. Да, мой клитор слушай, очень щедрый. Не, ну, подожди. Ой, ой, ой. Блядь, надо было другое что-то подставить. Сколько там, сколько там шоу? Шо-шо? Сколько щедрый? 100 рублей. Да, это не особо щедрый. Да, это не особо, да, клитор не особо щедрый, кстати. Не, слушай, чел, это мой канал вообще-то, вот, просто узнавали, пока маленькая, вот, эта девочка. Я очень часто привожу интересных личностей к себе и раскрепощаю. Ну, смотрите, она сказала, вот смотрите, какой у нее, так сказать, какие у нее мысли. То есть она говорит о переоцененный секс. В нынешнем, да? Ну, то есть в 21 да, веке, да. Да. Но ты понимаешь, что место само создает. То есть Киев больше раскрепощает людей, да, нежели другие. Потому что но здесь... я киевлянка, я поэтому... Да, так ты, ну, понимаешь, да. А в маленьком городе, я тебе говорю, как вот Винница, да, Хмельницкий, там, где я жил, вот там такое существует по той причине, что люди боятся как-то показаться с другой а стороны. Там все друг... а здесь им похуй. А я думала, там, грубо говоря, а здесь им похуй. Ну, типа, все между ну, типа, друг другом переебываются. Ну, ебешься и ебешься, и что тут такого, типа, ну, это нет. Это наследие совка, блядь. Что? Ну, да. Это наследие совка. Наследие того, что, понимаешь, раньше как бы... Да тебя сейчас, судят за срут, по-любому в чате кто-то там. В Америке давно уже, или, блядь, посмотри, на Западе. У них типа, блядь, секс на одну ночь, это нормально. Нет, они Саня, по... нет, посмотри, да, фишка в том, что, понимаешь, типа, изначально как, типа, сейчас на Западе практикуется sexual education. То есть, когда человек, ну, ребенку объясняют, то есть мне никто не объяснял, типа, что некоторые, что можно... Бля, я про секс как узнала вообще в жизни. У меня была одноклассница, короче, у нее было днюха 7-8 лет. И вот еб... Бля, осуждаю. Мы, короче, и она такая... Блядь, я ее фразу решил продолжить. И она такая, идем тебе кое-что покажу. И она придет, и она мне показывает самую мразотную, самую мерзкую какую-то порнуху, там, где куча... Мужиков, одна тёлка, и мы это смотрим, да все, восемь лет, а снизу родители вообще там жрут, празднуют, там разбирают, там разбирают, серьезно? Что-то напоминает, когда куча мужиков, типа... Как наша туса, типа, да. Поэтому мне смешно, когда взрослые женщины на работе говорят, ой, ну моей доченьке только 7-8 лет, зачем ей базовые знания знать про письку и так далее. Не, 7-8 лет, конечно, типа... Надо постепенно в такие вещи. Я вот без рофлов, я была в лагере, к нам подселили 8-летнюю девочку, и она там говорила, ну мне там друг, там села, мне там пипись в рот засовывал, что-то как-то так. Понимаешь, типа, тут как бы вопрос что безопасности. Что у меня с качеством? 7-летняя, 8-летняя девочка говорила, ну там, писю рот. А мне было 13. Ой, осуждаю. Да, это пиздец. Так, пацан ее возраста прикол. Чат, я не знаю, что у меня с качеством. Зайди у меня 720 на Зоя. Что это такое? Зайди сюда. Настройки? Секунду. Не знаю, я про секс вещание. 12 лет. Я бы кому-то пожаловалась, но я была малой, не знаю, что делать. Вывод. Да. Не, у тебя все нормально стоит. Битрейт можно понизить. Не, вы видео нажми еще. Не, понижай, нет. Я понизил здесь. Не, видео нажми. Видео, да. Не, у тебя все... Я не знаю, тебе твич качество не дает, наверное, почему-то. А битрейт какой у него стоял? 8000. Так у него поэтому... Пацан, может, конечно. Перерывать. Может быть, да. Сейчас, возможно, ребят, сейчас битрейт меньше поставил, короче. Сейчас, возможно, как качество будет. Сам, у меня битрейт, скорее, слишком большой, наверное, был. А чем ты занимаешься мне стримом? Работаю. Кем? А кем работаешь, да? Я же говорила, дизайнер. А на кого работаешь? Там, короче, ну, графически также. То есть я успела и веб-дизайнером немножко поработать сейчас графическим делом. Веб-дизайнер? То есть ты в интерфейсах шаришь? Ну, это недостаточно хорошо. Я бы потренировалась больше. А почему фигу не изучаешь? Потому что сейчас слишком много работы, у меня нет творческого спасибо вдохновения. Ты знаешь, типа, вся джука начинается? Да, я знаю, сейчас да. Я пытаюсь себя заставить, но... Конечно. Это индивидуалочка, это моя индивидуалочка. Что происходит? Там чел задонатил, говорит, а интересный год, это вот эта индивидуалка с синими волосами. Что происходит, меня не будут. Меня раздели, у меня первый раз печальный был. Здорово, бро. А у кого первый раз был не печальный, блядь? У меня был очень печальный. У меня первый раз был в Умане, если ты понимал. Блядь, обычно нам расскажи про свой первый раз? Не, я хочу фразу сказать, какую парень сказал после первого раза, типа. Спасибо. Он порофлил, но это так было убого, пиздец. Знаете, что он сказал после первого секса? Первый нах. Да. Ну он так порофлил. Первый у тебя или первый нах? Бля, ты ржала? Да, ну ты и типа смеял? Неловко так, блядь. Потом еще пошутил фразу, типа, first blood, типа, с этого. Ты дотер, у тебя дотер был, да? Это смешно, да. У тебя дотер был, да?
Интересно, за кого он рашил первый, да? На какого персонажа? А слушай, а как я первый работал? У тебя тоже первый был? Ну да. А и у него тоже первый, да? И вот так вот пошутили, да? Да. Да. А ты что, их дело? Ну, короче, прикол в том, что первый раз у нас сразу не получилось, у него от волнения писька упала. А, я тоже. Я не рофлю, да. У тебя тоже? Да, окей. Да, у меня, как будто мы втроем там были. У меня... Я без шуток. А, ну ладно. Да. А я тебе что буду делать? Ну, у меня первый раз... У меня забавная история, я не смог. Она уехала в Киев, потом пришел мой кент и сказал, что он ее трахнул. Да? Да, но потом она приехала, я ее трахнул. Все. Такой, можно, пожалуйста, в твою писечку? Да, не, я всегда прямо... Я такой... Ты же сказал, что просто... ты такой стесняшка вроде. Ну, тогда я не был таким, но все начиналось там с обнимашек, там, поцелуй и все. Я не говорил, так, дай ебать эту дырку. Нет, так не... Можно, пожалуйста, приглашение в вашу вагину? Да, ваш храм междуножный. Междуножный ваш лес потайной, Шервудский, да? Да. Не люблю лес. Со своим кадилом уходите, пожалуйста. Подожди, ты же говорил, что любишь порыться там носиком, там... А ты любитель... Чего в лодке найти? Ты лучше, блядь, книжку по шуткам почитай, Йосиф. Что ну, какого-то там Газманова посмотри, блядь. Или зачем? Вот этого Юзика, зачем? Который там смешит. Ну как, кто там? Кто самый смешной? Ну, не... помнишь, вы... Кривое зеркало видел? О, например. Да. Ну, посмотри там, юмор. Шутки. Шутки. Я думаю, прибалутки. Тебе уютно с нами? Уже чуть попроще, все-таки я немножко, типа, да. Ну, она не закрывается, чат. Это хорошо, что она не закрывается. Да, она в юбке пришла. Да, мы ее атакуем. Она хорошо Злова проатаковала один раз. А сейчас пиво еще принесет. Просто дала ему в бороду. Знаешь, что эти, блядь, которых ты выглядишь, как... Злой. Хорошо. Давай я спрошу такой, ну, жесткий вопрос, на самом деле. Ты готов? Нет. Нет? А почему? О, тебе. Она хоть тебе это знает, спрашивай, я всегда готов. Хорошо. Кого бы ты выбрал, если бы по одну сторону Алина была, а по вторую Настя? Выбрал бы себя. Себя выбрал? Ну, что говорит красава. Твоя душа? Это не ЧСВ, ребята, он просто уверен. Красава. Ты знаешь, что Злой уже там в тренажерочку ходит, там подкачал, не знаю. Подруга. Писька тоже подкачанная уже. Нормас. А сиськи хочешь мы потрогать? Моё можешь попробовать. Не, не надо. Ну давай. А кто из вас на армрестлинге сильнее? Да я вообще всех. Вы не пробовали? Я по технике. 40, мне 20. А. Я по технике. Может, мы и попробуем. Нормально, так. Слышишь? Нормальный бы не уровень. Камик, ты Злова проверял про эти пальцы и бучи? Какие? А, не. А, да, проверял. Ну, он такой, типа, этот, Вадим жесткий. Вадим в этой распальцовочке жесткий. 25 лет. Сейчас такой синтол, блядь. Нет, там нет. Ты че, у меня страх? Это не Мёрстрой стрим, кстати, блядь. А ты тоже знаком с этим персонажем, да? Да, видела, боже, везде это разлетелось, такой пиздец, типа. Как ты думаешь, нормально ли это? Что, ты подавилась? Конечно, нет, ненормально. Кажется, тебе бы сейчас предложили бы, не знаю, там... Конечно, нет, ненормально. У него техника была неправильная, надо было, блядь, по-другому. Нет. Так ты не бери... У вина жесткие сиськи жесткие. Не бери последние, типа, ситуации. Что тебе играют 100 тысяч гривен, типа, вот, приехать на стрим к нему. Типа, 100 тысяч гривен меня отпиздят при всех. Нет. Просто мы убираем последние ситуации, вот, берем рядовую его трансляцию. Mm-hmm. Типа, но я видела его трансляции, намного больше ущерб можно потерпеть, типа... Нет, 100 тысяч гривен, тебе говорят. Репутацию не купишь. Чтобы что? Ну да, 100 тысяч гривен, и что она должна делать? Ты думаешь, что в русскоязычном сегменте имеется институт репутации? Есть статус, есть, конечно. Не знаю, как у них, но я свою хотела, чтобы она была. Институт репутации, к сожалению, в СНГ. Короче, я бы не согласилась. Если бы я не знала, что это за человек, может, типа... Тоже девушка, Алина. Ну, я бы заподозрила, короче. Что ты сейчас? Я бы заподозрила. Поспами, пельмешка, поспами ее твич. Это Аленорка, да. Почти 5 тысяч долларов, получается. Это всего лишь 5 тысяч долларов. Типа, я могу поесть... Я могу... Знаешь, сколько в Европе дизайнера могу зарабатывать? Какая у тебя зарплата? Да, хуйня. Ну, не, типа, понимаешь? Смотри, Вин, а что ты предлагаешь? 100 тысяч гривен за какую услугу? Что просто прийти на стрим к тому же... И типа, блядь, вырезы там... Не-не, просто там посидеть. Прийти, бухнуть ну, там... Нет, это смотри, опасно. Это опасно. Самое. Нет, подожди, это 4 штуки долларов. Всего лишь 4 штуки долларов. Всего лишь... Ну, а типа, блин, есть. Я бы считаю, что... Сколько тебе надо денег месяц, я вообще не богатый человек, если бы ты обычный. Но смотря, что значит комфортно. Я хочу копить в жизни на квартиру свою, откладывать. Типа, если бы уже там и квартира была... Вопрос, как у тебя должен состоять вот, бюджет в паре? Вот вы в паре с человеком, как у вас бюджет формируется? Ну, типа, мне один умный человек... Ну, короче, у меня в компании, типа, есть там философы, историки, социологи, и, типа... Короче... Я не зови, я разумею там все.
Короче, я понимаю, самая нормальная пара это где все равно на равенстве. Потому что вот даже, окей, недавняя ситуация. Мама наша знакомая семья. Мужик все на себе тянул, по выходным работал. Жена там, ну, училочка, работала на 8000 гривен. Мужик сошел с ума. У мужика сдох друг, потерялся бизнес из-за коронавируса, у него просто крыша поехала в 50 лет. Теперь что? И жена в жопе, и он в жопе. Скажу, что, но это почти, ну как? Класс. Жена не смогла вытащить. Нет, не как, в нашей стране, надеется это, только на мужчин. А как это зависит от того, что, ну, не берем типа ситуацию форс-мажора. Ой, типа, есть в жизни куча пиздеца существует, да, просто, да, внезапного. Ну смотри, ты там с молодым человеком, как у вас формируется вот, финансовый вопрос? Хорошо, допустим, ты зарабатываешь... В идеале наравне, ну, чтобы это даже было что-то легкое, нет, что не так, что ты копейку не доложила. Нет, как расходы происходят? Как расходы? Допустим, типа, вот ты зарабатываешь, там, условно говоря, 1000 долларов, у тебя порядка 5000 долларов. Мне кажется, самое удобное, это когда там общая скрынька какая-то. Ну, скрынька общая, то есть ты приходишь, тебе парень заработал 5000 долларов, такая, я хочу ебать сегодня пойти на ноготки. И это все не, ну, подожди, обсуждается. Сколько тебе нужно денег, чтобы комфортно месяц прожить? Чтобы, сейчас. Ну, на сегодняшний день там 700-600 долларов. Но я не снимаю квартиру, я с мамой живу. Угу. Но это даже, ну, что-то... А можно с вами пожить, если вы любите? Она не против. Вашей маме зять не нужен? Я первый. Это в чате вчера писали, реально. Вашей маме зять не нужен. Твой, ты только говоришь, понимаешь, я уже действую. Она уже на кровати лежала и как бы, ну, пока... А насчет квартиры, кстати. Пока только сердце трогало. Насчет своей квартиры, блин, скажу жесткие вещи. Ну, у меня просто там есть дядя, он, ну, был алкоголиком, ну, там у него грустная судьба. У него, короче, две гангрены, нет руки и руки, он слепой. Я просто... Что? Да, это у меня родственник такой. Ну, от него что-то там достанется, поэтому как бы я все равно буду откладывать на квартиру. Ну, короче, барышня с квартиркой, так что это киевляночка. Я, конечно, короче, я это понял. Подожди, киевлянка? Вот этот жест. Поэтому он говорит 5000 долларов, ты пошла на шлем устрой, когда ты еще раз не приезжая из жопы мира, то ты к деньгам по-другому относишься. А можно я еще раз спрошу? Значит, что ты слабый? Слева Алина, справа Настя. Я сказал, кого я выберу. Ты побольше к Насте уже. Нет, ну, куда побольше? Нет, давай, кроме себя. Камик, он центрист. У меня другой бойлер. На 80 литров. Поехали. Не, подожди. Подожди, ты забираешь ее в Харьков или нет? Или со своим песком в Харьков не едешь? Едешь со мной в Харьков? Только подружки. Злой, меня в Харьков забираешь? А пока, как Злой, меня в Харьков берешь? Нет. Слушай, подожди. Ты со своим песком в Харьков поедешь или нет? Ты ж такой уверенный, в кровати лежишь. Песок спрашивает. У меня? Чатик, как дела, блядь? Как дела? Он потушил-то, блядь. У Харькова за своим песком чуть не поехал. Нет. Я сейчас подумал, что ты про песок, песок не про себя. Песок? Так и есть. Да, блядь, я туплю. Это типа ты? Да. Нет, он. А как понять песок? Типа старый песок, сыс, нет, пенсия, тебе не нужен. Я не могу, нахуй. Подожди. Да, слушай, серьезно, ну песок, да, пусть в Киеве побудет, а там, короче, там другой песок. Давай другую Харьков тему перейдем. Ты, главное, с Харьковом песок свой туда. Давай по другой теме. Давай, короче, слышишь, ты, давай Злой. Злой это султан. Он реально позиционирует себя, как три жены должны быть, да. Нет. Я хочу лошадку. Но он просто, не, он вольный в отношениях. Он вольный в отношениях. Стать раком. И на тебе так покататься. Ну а слабо вот сейчас, ну, ползать и на... Так, чатик, прожмите фоллоу, прожмите сердечко, ну, на канале. Я буду очень вам признателен и благодарен. Ну, давай. Если мы вдвоем будет, я могу тебе... И пойти. Сабочек, 100 соточку навалите, пожалуйста. На своем устанке. 100 сабок подарите. Алинорке вот сюда вот скиньте. Гвин, что ты хотел сказать? Что ты хотел сказать, Гвин? А когда хотел сказать? Это в чате говорят, дайте Гвину сказать. А я не помню, что сказать. Нет, у меня какой-то вопрос был... Ну, я его забыл. А, блядь, слушай, про вот про... Сука, про... как на паре. Да. Ну, видишь, ты дизайнер, а я дизайнеров не шарю. Вот я говорю, жалко, что ты не юрист, я бы тебя сейчас разъебал. Слушай, а вот я вижу, у тебя губки не накачанные. Не хочешь? Нет. А ты хочешь заплатить? У нас... Нет, ты знаешь, как я к этому отношусь. А, да, я ее видела, я... Видела, да? Скинь, пожалуйста, 4000 мне на губы. На губы, да, и карточку просто ебанула. Я в... Не, ну, ребят, я просто... Ну, это очень видно. У нее губы не накачаны. У нее красивые ямочки. Прикольно. Слушай, а можно к ямочке прикоснуться? На губах. Ну, только не так. На губах. Ну, допустим. Злой, ты будешь ревновать?
что нецелованная девушка будет теперь... Я не целованная. А? Ну, сегодня не целованная. Там first blood был уже, блядь. Ёбан забитый. Ну ладно, короче, я не говорю, я действую. А, не, я думала, ты вот так, Пась. Не-не-не, слушай, я когда вижу ямочку, мне хочется прям... Не-не-не, тут я не прогнусь. Я легко. Он видит жопу. Ямочку увидел. У злого, кстати, тоже ямочки есть, вот. Я знаю, но... А камику не дашь, Лор? Ямочку подрабатывать. Хочешь подрабатывать? Не, у меня тоже ямочки есть, да, ну, здесь. У меня у злого прям ямочки. Тебя никто не будет трогать. Как это не будет трогать? Я думаю, оно не только в ямочке. А вот тот чувак, который прям давил, он типа, он говорил, что все журналисты плохо зарабатывают. Это чуть ли не вот тот, который меня пытался за секс, типа, чтобы я ведущей была. Все ведущие в Киеве, они через постель, я сразу так думаю про Марченко какого-нибудь такая, блядь, которая... Ой, слушай. Если бы мне предложили секс на карьеру, ты тоже, ты, кстати, тоже, вот скажи на стриме, ты тоже, блядь, понимаешь, что вот этот пиар тоже, короче, через постель все будет проходить? Сколько мы тебе заплатили? Не, подожди, это давай. Это я заплатила. Сколько? 2 гривны. 2 гривны? Не, ничего не давал. Я ей вообще ничего не давал. Он договорился. Мы договорились просто... так, мы стримим, а я ему потом палец в жопу, потому что как раз там простата. Типа вот. Ебать ты дедовый. Это было жестко, да. А Вин тебя, да, подговорил на это? Да. А ты смотрела, да? Мы списывались. Нет, Камик, там... В смысле, Гвин, она сама придумала. Там каналы свои, Камик, каналы свои. Каналы знаешь, да? Не, ну, Камик, она даже все равно... Ну, если ты говоришь, ты такой раскрепощенный, что ты туда выделываешься? А что, да, ты жопу-то сохраняешь? Нет, подожди, но это как бы... Когда палец в жопу? Это другая тема, понимаешь? Это тема более... А вы когда-нибудь в печеньку играли? Нетрадиционной сексуальной ориентации, а я традиционный. Кто тебе это сказал, блядь? Ну, потому что это мои рамки. Какие рамки? Вот. Ну вот тебе слабо, смотри, да, в такую группу играть, в печеньку. Типа, берется печенька, да, все пацаны становятся вокруг, да, все на нее кончают. Кто последний кончил, тот ее съедает. Это армейская байка, такой никто не... Блядь, это что за хуйня, блядь? Я бы такую байка, игру, блядь, не играл, что это за хрень, блядь? Ебать, а я так, блядь, ты понимаешь, что вот у тебя не было, вот я тебе расскажу. У меня было такое, я сидел со своей девушкой бывшей на переднем сиденье, а друг со своей девушкой на заднем сиденье. И мы начали вот чпокаться, короче. Они сзади, мы спереди. И знаешь, что и произошло? Ты перепутал ее, не, и его. Смотри, в мозгах ты не можешь сосредоточиться, и он начинает просто падать. И уже ничего, она пыталась, короче, поднимать его разными путями, ничего не получилось. Камик, это возраст, брат. Нет, это не возраст. Если слушай, это мне 24 было, алло. В москвиче вот так раскладывается сиденье. Это ребят, по факту, мозги, блядь. Ты понимаешь, что много членов бы увидели, блядь, вот в круг стали, блядь. Я уверен, что у половины бы не встало. А то в порно. Просто нельзя сосредоточиться. А зачем это делать? Много членов у круга. Ну, потому что она говорит про печеньку вот эту ебану. Ну, типа, никто так, ну, смешно, классно. Это невозможно. Ты не был в таких ситуациях. Сыграла бы? Да нет, было бы здорово. Хотя бы вот эту ситуацию. Он так серьезно к печеньке отнесся, как будто ты кондитер, блядь. Нет, я бы не... Куда ему кредит предлагаю? Он 3 штуки печеньки закинул, такой, блядь, ебать, пацаны, блядь. И это хуйня, игра, не буду играть, блядь. Да, инст-малышки, пельмешка проспамит инст-малышки. И вообще. Канал, я, кстати, и да, наши метр 60. Подписывайтесь, ребят. Что? Еще, кстати, будет, да, очень много гостей. Спасибо. На следующей неделе точно будет. Клитор этой бабы. Вот камик сюда, блядь, 260 рублей. Камик сам играет в печеньку. Нет. Сам собой. Сука, уебище. Он сам пробовал свою сперму? Нет. Все так пацаны отвечают. Кстати, мышелов пробовал. Ребят, кто не знает мышелова, тот, блядь, тот не знает. Не, подожди. Есть мышелов, есть челик на Твиче, кстати. БДО играет. Он пробовал свою сперму. Я не знаю, типа, бля, а вдруг она больная. Это больная, типа, ты скушаешь. А каково девушки? Так нет, ты у девушки спрашиваешь, типа, ну как бы, типа. Типа даже вот так там чисто. Нет? Нет, ты чё, рофлил? Нет, ты просто поймёшь, что типа... Блядь, ну, насмотрелся Человека-паука, как бы упустил попу, ну, сейчас сперму попробую, тоже начну. Ну, тебе девушка после меня это целовала? Я понимаю, это другое. Нет. Пока, блядь, там не этот... Что нет? А я думала, ты прям зверь, тебе похуй. Нет, ты чё, рофлил? А, так ты скромнягал постели. Есть какие-то, блядь, рамки? Что? Да. Камик сам девушка после меня целует. В смысле? Так ты только на словах где рассказал, постели ты даже не целуешь. Я смотрела стримы. Я же кончил на рот, на лицо, блядь. Так это твоё. И что? Какая разница, ты всё рофлишь? Целуй, а что теперь это? Целуй, блядь. А девушка есть, теперь? Смотри, сок её, это лишь вкусно, да. Это Сандора, блядь. Это вкусно, который этот. А, блядь, а... Они свои соки сами употребляют, подожди. Он, кстати, в Америке продаётся. А наоборот, то есть, когда ты, блядь, ну, как-то непозволительно, потому что, ну, блядь, ну, есть какие-то рамки мужика, понимаешь? Типа, сам себе в рот дал? Ну, типа того, да. Ну, это ж твой пенис. Ну, какая разница? Хорошо, а ты пробовал свою пену? Нет.
Мне не было возможности. Ну ты хули ты пиздишь, блядь? А ты в детстве пробовал до члена дотянуться лицом? Нет, блядь. Лицо. Все пробовали, все блядь. Все пробовали. Нет, я тоже. Нет. До своего. А ты через зеркало бреешь письку или нет? Нет. А как? Ну, бля, можно разбить случайно, ну нафиг. Интуитивно. Камик, там все на ощупь, Камик. Да. Ты же знаешь все свои. У меня он еще... 9. Да. Работает. Он еще, да, я заметила, очень поменьше на всем выбритом. Ой-ой-ой, спасибо, Шами. Ну. О, Шами, привет, это мы. Пропалит сильно. Пропалит сильно, согласен. Не, ну подожди, ну, блин, ну ты должен... У тебя ты мужчина, ты понимаешь? И мы мужчины, ты мужчина, да. Мужчины, да. И у тебя есть какие-то рамки, которые ты не можешь пересечь, потому что они установлены тобой. Камень, они эти говорят, рамки, ну, камень, вот эти рамки. Идеально. Мне нравится, когда его ебут, мне кажется. Эти рамки. Нет, я не обороняюсь, ты понимаешь? Я объясняю свою точку зрения. А нахуй обороняться? Просто расслабься. Я не только... Блядь, если ты хочешь, блядь, попробовать сперму или палить жопу, пожалуйста. Ну, не надо мне это, типа, передавать. Конечно, конечно. Блядь, он так пиздил. Мне нравится, парни, на все согласны. Ну я по факту говорю, ну, блядь, я не могу. Хорошо. Я не вижу ничего плохого в том, что девушка тебе сядет на лицо. Это, блядь, это нормально. А если она жопой коснется к твоему носу? Ну и что? Ты вздохнешь. И что? Ты не пробовал... Ебать смерть, да, пиздатая, блядь? Буквально, пиздатая смерть. Бля, был такой хентай, ты чувака сиськами задушил. А ты не пробовал девушке попу? Так она какает ей. А? Какает. Ну а если помыть? Ну, блядь, она же этот... Это же все, блядь, как единственное тело, да. Ты же не туда... Попьяний. Ну, типа, когда все таки... Дай-ка жопу попробуй, да, по пьяни сидят все-таки, а дай жопу попробуй, блядь, да, блядь, или как это, что за хуйня, потому что по пьяни надо ей обсуждать, потом. Ну да. У меня я трезвый и пьяный одинаково. Саня, да, так пиздит. У меня нету перехода. Блять, Камик, ты так пиздишь, пока у тебя не появилось 100 девчонки, которые тебе говорят... Попробуй, я тебя кулаками не начала ебать, нахуй. Слушай, так я ж ничего не говорю. Да, возможно, она как-то внесет вот эти коррективы, которые я захочу сам попробовать. В этом есть истинная любовь, когда у тебя все стереотипы. У меня нету такой девушки. И у меня есть рамки приличия, с которой я какую-то рандомную девочку привожу. А ты целуешь девушке попу и целуешь ее в губы? Не знаю, такого не было. Не, ну булочку это понятно, если... А если анус, то такое, да. Ну ты анус целуешь и целуешь его. Не знаю, такого не было. И такой обмен листов, блять. Ну хорошо, Зой, ты после того, как в рот давал и она целовала... Ты в рот давал? Я никогда не даю, они берутся. Хорошо, хорошо, после этого она, блядь, залазит на тебя и хочет поцеловать тебя в губы. Нормально. Она не может голову поднять. Короче, блядь, все, было. Ребят, я по лицу вижу, было. Ну хорошо, у меня тоже было, дай пятишку, блядь. Это нормальная хуйня. Ты блядь, 3 минуты назад говорил, что ты это говорил, не хуйня. Ты говорил, что у тебя нихуя не было. Это его. Не после спермы. Ну ты считай, сам себя отсосал. Не, подожди, Камик, ты 3 минуты назад говорил обратно. Пошли вы нахуй. В чате пишут, Камик, Панин нужен. Переобулся. Ты зачем выглядел? Ты переобулся, блядь. Нет, блядь, ребят, я вам расскажу правду, короче. Вот то, что я вижу по злому. Я его очень давно знаю. Вот и видел, как он целовался, как эмоции, которые он выдает, эмоции, которые он выдает в плане, когда его что-то спрашивают, он начинает вот шаг влево, шаг вправо. И я вижу, когда он начинает лукавить. И то, что, блядь, там в ротик, там, да, блядь, а потом поцелуй, это у него было. Так что, блядь, мы здесь... Я про кору или нет? Пятый раз спрашиваешь, нет? Девушке в ротик, короче, и потом поцеловать ее. Но не кончить. Без окончания. Конечно. Да. Давай 5. Так, ой, давай, подожди. Ты говоришь, а, нет, блядь, я никогда девушку голову не видел. Обратно 5 забираю, блядь. Ты говоришь, что ты... Вот, признак мужчины, там, я не сперму не ел, теннис не пробовал. Ну, в страсти у тебя вот это все автоматически происходит. И потом такой, дал ей в рот, она тебя целует, и ты такой, я мужик. Я себе сосу. И такой харкнул обратно. Подожди, ну, нет. Тут ну, другие нет. Рамки. Она пососала, и тебе плюнула в рот по факту. Типа, твоего же пениса. И ты по факту хаваешь сам себя. А у стримера всегда так? Нет. У меня дома по-другому. У вас тусовочки, как нет, как это, у кастинги него. У Вудмана. Просто со мной нет, почему-то подожди. Очень все хотят про секс поговорить. Как будто я... Не, я просто начинаю давить вот эти точки и вижу, начинаю повышать планку. И оно офигенно получается. Ну что, до чего мы дойдем? Нет, так хорошо. Давай, до чего мы дойдем? Мы сейчас начнем дерьмо. Давай что-то интересное. Чату интересно, короче, как ты... Чату всегда это будет интересно, потому что им по 12. Ну да. Они пенис не знают, что это за шланг. Пацаны, если что, вот так вот делать им. Очень приятно. Сколько дырок? Внизу девушки. Быстро ответь. Две. Три. Почему три? Йосип.
А кописи это как она? Глазами, блядь? Ну, типа эта дырочка еще, ну понятно, в киске две. Так нельзя впихнуть, блядь. В киске две, да. Камик, ой, блядь. Ну да, туда нельзя. Ну там такая маленькая писюлечка, блядь. Слушай, а чем... ты про дырки прикладные? Дырка существует только если можно засунуть, мы поняли. Для него дырка, куда можно засунуть. Да. Две. Которые засунуть можно две. Восемь. Ты говоришь снизу. Ноздри нахуя. Ты снизу говоришь. Ноздри, как ты захотешь, дурак? Не, слишком маленький. У тебя такой член, что в ноздри? Не, маленький. Вот твой бы залез. Ты прикинь, дядька, там угорь, бля, я ебу, блядь. Угорь. Угорь тупо, блядь, ты прикинь. Угорёк, блядь. Просто-просто заходит в нос и выходит через рот, бля. Я понял, блядь, как ты этот... У нас так пацан на районе с луком победил. С чем? Луком вот этот вот длинный, который... Зелёный? Да. Бля, ебать, он фантазер, блядь. А, и с презервативом так сделал. Пиздец. Познакомься. Марни из этих заложников. Это я их всех заложников держу. Можно выйти, пожалуйста. Здорово, Пенишер. Пенишер, здорово. Да, конечно, у вас темы. Я очень скромный мужчина. Я как бы Спасибо. Спасибо. Так, кончил урод и потом... Кэшбэк, да? Нет, не после этого, алло. Не после этого. Да, ребят, на Гвина, пельмешка, Гвина, Злова, Инстаграмы, Твичи, короче, просто спам, да. Да. Они же в гостях, это прилично. Я научу вас вести стримы. Так, спасибо. Когда ты приглашаешь, не то что рекламируем, мы же коламимся, должны быть все. Тебя в принципе, все знают. Я дам тебе совет. Человек, который захочет тебя сам найти, тебя найдет. Да, да. Поверь мне. Ну, ладно, просто напомню. Продолжаем диалог, мы говорили про ноздри. Она знает, кто я. Это интересно. Так, вот это ты. О, это Настя Кринч. Пусть передает мне привет, она знает, кто я. Ладно, да, это мой модератор. Ты чё, блядь? Да ты чё? В смысле, блядь? Тебе. Пусть передаст мне привет, она знает, кто я. Ну и остальным стримерам, ноунеймам привет. Ты чё? Артур, меня просят в ТГ-слот. Я видел в чате, это пиздец. А что? Ой, пошли в ТГ-слот, хочу злой. А что? ТГ с меня хотят слить? Пошли в слот. Хотите, спасибо, мне. У меня там есть на фото. Пошли, нет. У меня есть одна фотка там слепая. Да пошли сфоткаемся, хуя. А вы куда? В туалет? А я хочу, блядь, нет, ты унижаешь. Надо не забыть сфоткаться. Я постоянно забываю сфоткаться, блядь, даже со своим. Он без вас будет стесняться со мной общаться. Да, не сейчас. Не, я. Стесняться. Она меня не выпускает. Не выпустил. Не выноси меня. Сейчас вновь ТГ будет. Ум устроен. Может, ты с нами пойдешь? С вами? Да. О, как вот. Там большая ваша. Подожди, что такое, короче? Да, чай. Опа, Роза, спасибо большое. Чебаны да подписали, ничего себе, красиво. ЧБ, ты где? ЧБ с ДР. Подписываем всем, кто... А, блин, дайте ему, давайте я ему модерку выдам, чтобы этот... Да. Спасибо большое, Роза. Так, давай, модку, говорю, модку. Ну да, ЧБ. Так, смотрите. Да. Слушай, Настя, как тебя зовут? Да, Настя. Слушай. Ты хочешь... Хуй. Ебать, ничего себе. 50 сабов. Ебануться, что? Дай шорты сначала. Забыл. Подожди. Там бутылочка? Мы только так договаривались, больше никак. Что, бля? Это что? За 50 сабов. Них... Блядь, она просто ты шпагат ебанула. Что, блядь? А ну дай деда, блядь. Давай. Просто ты шпагат ебанула. Просто, блядь, бутылка. На. Блядь, ударилась. Боже, маленькая. Короче, злой, ебанул. Меня слили в ТГ. Злой в ТГ, пацаны. А кто подарил тебе 50 сабок? Роза? Злой, что-то, блядь, что-то кого-то куда-то уводит. Блядь, злой, я на тебя не пацаю. Ты через икс. Я прикол кончил. Безопасные, сука. Я сейчас просто порпается. Спасибо большое, а ё-моё. Я знаю, что я буду дальше делать. Ай, блядь, ничего, это кто? Это я. Это Вин, блядь, я тут, нет. Духаны у меня нормальные. Да.
Нормальные кухонные. Спасибо, Роза. С перехода я тебе обещал, вот тут злой, да, я тебе обещал, как... Я Камику сказал, я буду в Киеве, я его пошлю как тёплый. Больно очень. Что там, все? Терки пошли? Бля, бля, пиздец. Слушай, тебе надо чем-то... А я знаю. Давай. Алкоголь. Подсёмываю, блядь. Это дезинфекция, кстати, ребят. Да, камень пьёт, не просыхает. Бля, подышайте. Ударил, да, ё-моё. Это не постанова. Это случайно. О, кстати, да, дезинфекция. Да, у меня что-то случилось. Что такое? Это палочка здоровая. Это спин, блядь, как же ты пищит. Бля, пиздец просто. Ударилась маленькая. Розочка, спасибо большое, блин. Давайте, ребят. Я поглядела на него. Ой-ой-ой, Шами ещё. Дай покурить. Подождите, а где это? А где Саб? Подожди, не-не-не, Саб убийца, подожди. Смотри, смотри, слово откуда стоит. Камень. Я злого слова откуда стоит. Ого! Ты видел это? Да, офигенно. Ты конечно видел, злого себе сказал. Ты как монстрой, понял, сливает? Да, я понял. А слушай, мы сфоткаемся. Блин, капец, я забываю постоянно. Я зову Михалину, всех зову и забываю с ними сфоткаться. Так, чатик, мы выключаем свет, да? Выключаем свет. Свет выключаем, да, вот так вот, атмосфера. Розочка, спасибо большое за 50 сабок. Это очень щедро, спасибо. Я Розочку спасибо за подписку. Да? Она тоже мне сабок подарила. Да? Да. Я понял. Не, а Розочка, да, ну, со мной там... А там Рома еще есть. Там Роза и Рома. Не, Роза мне на тебя сабку дарила. А, я понял, понял. Да. Это моя девочка, сюда моя девочка. А, кстати, Настя, тоже интересно, что там на стриме твоем. Так, Шамис, ты че? Тут просто... как оно называется? Пацаны вытаскивают чисто импровизации. Шамок, блядь. Шамок, сюда Шамок. Подошел, блядь. Его зовут Дима. Димасик, блядь. Не Димчик. Он в плавании, он моряк. Моряк, ты сюда моряк. Ну через год вернешься, блядь, наберешь. Слышь, вот это подъебал. Через годик вернешься, алё, блядь, и наберешь, да. Рамен Ро... это Рома. Это Роза. Это Рома. Спасибо за саб Панишера. Пенишер, ну Пенишер. А что ты? Где мне куртку? Пенишер. А вон, куртка вон висит. Пенишер. Так, я маленькую укутал там, блин. Вы видели, ребят? Пока злой тут звеном этот, я уже охмурил ее на кровати. Я снова охмурил, и чё? Я уже на коллаборационной машине ее охмурил. Сюда. Ребята, лишнее подтверждение того, что после постели с Камиком девушки там страдают. Бля. Я старался. Слушай, ты еще с ремнем меня не пробовала. Я сейчас тренирую. Не, у меня флешбеки из детства будут, не надо. А, хорошо. Это знаете, не, такие... Не, ну так, ну, бля, а ты любишь жопка или? Юпта Маша, Рамен Роуз, еще 10 сабов. Спасибо. Офигеть, спасибо, ребят, поздравляю тех, кто выиграл. Сюда сабка. А кто вернулся, плюсаните, пожалуйста. Плюсаните, я кто вернулся. Вернулся. А, нет, я сабка. Да? Да. Короче, спасибо большое. Да? Есть кринжовые люди, которые насмотрелись какие-то порнухи и считают нормальным в сексе сказать... Кто твой папочка? Фу, блядь, чей бонус? Я сейчас пропачу буду думать своего. Вот, я не знаю, вот почему у меня такие пошлые. Вот я люблю шлюшками. Вот серьезно. Шлюшка еще ладно. Это типа, ну это мое. Шлюша, понимаешь? Это не батя. Нет, у тебя шлюшка, батя шлюха, нет. Шлюшка. Не когда, думаю. Когда вот ты чувствуешь, вот я не знаю, вот это между вами только. Вот, не, ну да, да. Так, блядь, этот шлюха, твой шлюха. И начинаешь там. Была это шлюха? Жестко прям. Ну, постели. Это, кстати, такой тил, знаешь, типа, я из-за своих габаритов камень. А, да. Мне из-за габаритов сам девушка, хотя же их ломал, нахуй, понимаешь? Да? А это 10, говорю, 10... Они такие, ломай меня в области. 10 фетишисты. Ой, Шамис, Шамок, спасибо. Через два родной созвони. Через два родной на созвони. Все, я буду ехать, брат. Через два года? Ты все? Да, мне пора. Я понял. Витя, я тебя поломал бы, Витя, солнышко. Ты оставляешь эту красавицу. Витя, Питер, следующая, ну, слушай, точка после Киева, Витя. Я думаю, мы еще гамбургер сделаем, ты не против? Я не люблю бутерброды, я знаю эти все, блядь, словечки из порнух, меня не проебешь. Бля, не проебешь? Ты выглядишь, да? Сейчас Вин еще сядет, ребят, я проведу этот... Я тоже злого провести. Я тоже хочу злого провести. Так, Витя, я подойду. Ну, давай. Сюда подойдешь? Так ты считай, камень. Да, сажусь. А и вот сюда, Вин, а ты поближе сядь. Ничего не забудь, не надо тебя. Что? Да, ну это попозже, это похоже. Бля, злой наелся. Наелся и ушел. Да. Не, возьми, да, ел, просто так это. Так, прямо после стримана, поедим. Не, поставь просто на пол. Это нахуя на пол, блядь? Хорошо. Сейчас такая же цепь. Блядь, ебать, мышку нету куда. Да подождите, дайте я перееду, ребят. Посмотри, я подарил.
Лакоста. Да, Лакоста, ребят. Да, подарил, короче, эту. Лакоста масочка, блядь. Ебать, это мажор. Может, я лучше... Могу тебя с Адидаса подогнать? Что? Постараюсь. Адидаса могу. Нет, она маску. Это вчера подарили. Ммм, хуета, да, чат? Ммм, хуета. Ммм, хуета. Хуета. Все, давайте, я буду ехать. Внимание. Будем прощаться. Бля, давай я сзади. Подожди, давай вот так вот. Давай, нет. Это уже бутерброд. Да ведь я ДК, короче. Знаете, вот эти бутеры с лайков, которые... Сейчас я проведу, короче. Клитор. Ребят. Очень, да, красивая и харизматичная. Я не буду думать, что красивая, кринжовая такая жизнь. Согласен. Очень красивая и харизматичная девочка. Согласна, да, ребят? Очень красивая девочка. Да, она сказала, еще подружек приведет. Так что, алло. Не, у нас был момент, когда у нас прям 7 девочек было. Мы даже в баню ходили с вами. Прям такой, прям целый склад. Голенькие? Все голенькие? Блять, в купальниках. Блять, а меня позовете туда? Нет. Купальник. Я могу даже голенький там. Вторая проебалась, третья, короче. Ну. Я могу даже голенький. Слушай, я вас. Да, я уже понял, что ты эксбиционист тут местный. Это кто? Который голым писькой вертит. Нет, ты чё? Слушай, не. Подождите, ребят, я сейчас Вова проведу, ты пообщайся. Спасибо большое за донатики, ребят, Роза и Рома. Спасибо большое за сабы. Сейчас мы вернемся, я Вова чуть проведу и все. Все, давай. Давай. Я надеюсь, вы не будете думать, что такое кринжовое в жизни. Так, здравствуйте. Что будем обсуждать? Тут в основном обсуждают члены и письки, как я поняла. Давайте поговорим о философии Ницше. Беги, блядь, через окно, сука. А что тебе? Охуенно светит лампу. Да, они еще перекувыркиваются. Блин, они офигенно будут этот. Кам, что? Он тебе сейчас попытается барить. Не-не, я ж не курю. Где? А, вот туда вот просто выйди. Не-не. Как там оказалось, это ловушка. Стой, можно и через кухню. Меня держит заложник. Помогите. Пепельница. Соус. А не. А я вот с чатиком общаюсь, говорю, что мне тут очень классно, приятно, весело. Еще раз. Говорю, общаюсь с чатиком, говорю, что мне тут очень приятно, классно, весело. Короче, оставляю этих двух ребят на ваше попечительство. А ты тоже уходишь? Не, курить пошел. Сейчас он перекурит, ребят, вернется. Хорошо. Осуждаем. Что осуждаем? Осуждаем. Они все обсуждают. А что ты там сказал? Ты уже наговорила? Не, ничего не. Ну смотри, осуждаем. Так, тихо, осуждаем. Здорово, Бэк. Неправда, так, блин, не спасибо тебе. Реально, ребята, за щедрые поддержки такие. Да. Спасибо большое. Осуждаем. Я не знаю, что, ребят, осуждаем. Мы не приветствуем, мы всегда препятствуем. Модерация Твича, пожалуйста, да. Не баньте, да. Мы всегда осуждаем и не приветствуем. А что у нас там? А, музычка что, закончилась? Ну да. Так, чатик, и что? С кем ее шиферить? Ты со мной не пошиперить, сам хочешь? Типа, раз на раз не хочешь пошипериться, пожалуйста. Ну, у тебя же близко. Есть какая-то Маша уже? Маша? Или Катя, или как их там? Сколько у тебя их этих? Все. А ты ревнуешь? Да, я собственница. Ну, слушай, ну, а как... Подожди. Ну, а как в отношениях вот ты относишься, ну, например... Жестко, блядь. Трое там, ну, не лайкай, типа, две блядь, девочки, никого, две девочки. Ну, слушай, удобно, ну, это каждому мужчине хочется попробовать. Удобно встречаться, это один из их плюсов. Не, так забей. Я тут перспективный мужчина, просто раскрепощенный. Слушай, ну, смотри, две девушки вот на коленях, а ты стоишь. Ты представляешь это? И снимаю. Ну, можно, конечно. Может расскажу? Да, короче, нормально. Еще, блядь, один сотрудник рассказывал такой... Это нормально. Историю, что, ну, ему вот тоже, кстати, 30 лет, жена, не то, что подзаебала, ну, типа, там, приелась. Короче, они с ней решили экспериментировать, и он мне рассказывал, что он приводил девушку домой трахать, а девушка наблюдала со шкафа втихаря. Да, такой кринж! И девушка сама захотела этого? Ну, она такая-такая, да, ну, в этом плане такая. А почему отвязная. Такая? Вот она просто захотела присоединиться туда. Ну, да, отвязная такая. Ну, я не завелся, ребята, я еще не позверьте, я даже не заводился. Если бы я завелся, у меня, я думаю, я бы уже оффлайн. Прикиньте, он так домой приводит девушек, ебет их, а там злой, блядь, смотрит в шкаф. Клипуйте. Прикиньте, да, ребят, если злой не уехал, а он, типа, вот так вот. Вот, остался в шкафе, короче, и я потом, мы вырубаем стрим.
Я беру эту сладкую конфетку, короче, я ложу на кровать, конфетка. Вот так вот окутываю, так как она только что была окутала. Это же все, понимаете, это... А, тебе открыть. А, это все, ребят, это все раскрепощает, понимаете? Я сначала ее там хотел поцеловать. Всегда заведите друзей потрогал. На вот секс. Смотрите, смотрите, я ее трогаю, да, вот так вот ласково трогаю. Потом, потом я беру так пальчик, да, хрюсь. Да, потом взял ее, окутал в это одеяло. Она уже привыкла, понимаете, она уже привыкла быть... со мной, а вот в одеялке, думаешь, и уже на кровати. А пока он такой самоуверенный, мы со злым уже переписываем. Регулярно занимающихся анальной близостью. Наблюдается пренинговая патология. Тебя увидели? Да не, я друзьям, друзьям все доверяю. Девушек такой, не, типа. Девушек, да. Но я своей еще не встретил. 9% людей страдали. А на поебаться у меня всегда есть. Но я как бы сейчас не использую. Около 3%. Проктолог со стажем. Так, подожди, медицинские исследователи показали, что у пациентов, регулярно занимающихся анальным близостью, наблюдается подраковая патология. Нет, это опасно вообще. Да? Период все очень опасные вещи. Вот, 69% новообразованиями в прямой кишке, которые не тратят на здоровье в целом. Около 3% пар был подставлен диагноз рака прямой кишки. Ничего себе, серьезно? Да, а людям с нетрадиционно как? Тяжело живется. Они, да? Этим жертвуют, они по факту вот имеют столько денег, но они жертвуют здоровьем. Прикинь, жесть. Такой срёшь, у тебя кишка выпадает. Ну это же геморрой. И геморрой, и кишка может. Ну, никак не есть. Не-не, все, давай от этой темы подальше от этой темы. А я люблю иногда что-то мерзкое обсудить, что я нормально. Так, ты такой еблан, научись с девушками разговаривать. Нет, вот спроси у нее. Я тоже ёбнитика. Бан будет. Не будет никакого 100%. Бана, алё, бля. А, не будет никакого. Спасибо, бана. Мы осуждаем все и препятствуем этому. Да. А подожди. Ну, скажи свой фидбэк. Фидбэк. Красивый, мужчина. Не-не-не. Мужчина, не, красивый. Вот как я разговариваю? Красивый, я труса. Очень красиво разговариваю с девушкой. Ну, очень. Но я просто, ребят, я просто продавливаю некоторые позиции, которые мне интересны. Вот, и таким вот мне образом кажется, раскрепощаю. В классном общении не должно быть какого-то вот давления. Все-таки ты прям такой жесткий. Что? Кому-то это прям понравится, заведет, а я все-таки ищу кого-то. Не, подожди. А в смысле правда. Жесткий? В смысле, в каком смысле жесткий? Очень громкий, очень часто не даешь. Ну, я сейчас. Не. Я понимаю, а чатик мой, мои зрители знают, что я когда стрим, я включаюсь сразу. Ну, да. Вот когда после стрима я очень тихий. Ну, то есть минус 2. Ну, не успели так пообщаться, не знаю. Нет, Макривский. Ты что, посмотри. Серьезно? Макривский, блин. Посмотри, блядь, тихо. На фотку посмотри. А, да. Не, реально, ребят. И какую киску засветил? Нормально ты ее киску засветил. Какую киску, боже, блядь. Дайте клип. Киску анфиску. Нету, смотрите, ребят. По факту. Я вот вам не свойственно общаться так с девушками, а я чувствую вот с любой девушкой себя комфортно. И поэтому вы испытываете какой-то кринж и говорите, блядь, да мы уже братаны, вы что? Научись с девушкой общаться. Да. Понимаете, это первый раз, когда мы увиделись, я со всеми девушками веду себя одинаково. И поэтому... То есть я не особенная? А вы... Ты нет. Так со всеми? Да, сори. Спасибо. Но я по факту, я так. Ставь плюс в чат, если это дебилитый кукол. Она бы его вылезала. Я у меня очень чистый. Ну, после душа, да. Все? Не, ну если бы... Стой, если бы она моей девушкой была. Не, а если не девушка, вот так вот просто... Не. Я кушаю, пью пиво, уезжаю. Не. Но это не на первом свидании. Но она, у меня ж, я бы только говорю, я бы свои, так сказать, да, милочка, не человеческие ценности, я не стесняюсь вообще. Я даже, я вообще не стесняюсь. Я сказал просто, ну, свои, я хотел бы свое удовлетворить и все. Чисто свое и все. Да, да. Что сегодня ты удовлетворяешь свое. Ну Гвин, нет, я по факту тебя так делаю. Когда мне девушка, типа, интересна то ради секса. Секс ради секса и все. Вот, ну ты ж... Не, ну подожди, блин, ты заводила эту тему. Подожди, ты сама заводила эту тему, что... Сама виновата. Секс слишком переоценен. Вот действительно для меня, то есть секс, ну, это да. Просто секс. Для меня это все еще так же, я с тобой не смогу, там, блин, не, если ты захочешь меня там туда-сюда, я... Это пожалуйста. Что ты мне сделал? Нет. А у тебя там член? Сука, у него хуй. Так, ладно, после стрима проверим. Гвин, ты где, кстати? Да, Гвин, сядь, пожалуйста. А я сейчас ищу справа, дай мне справа. Так. А? У тебя рабочая сторона справа. Ну сюда, у меня рабочая сторона, там где пиво наливают. Не, я понял, я имею в виду... А, ты здесь хочешь сесть? Да, давай, вообще, ну, пробуй. Давай,
пробный. Тогда двигайся. Двигайся. Сейчас он будет. Можно, можно дальше еще. Я жду, когда мне макрельское пиво принесет. А, ну, да. Там челик пиздец, видел, макрельское похож, пиздец. Давай, давай, двигайся. Двигайся туда. Я здесь. Смотрите, не, просто по факту говорю. А, то есть, я бы только удовлетворить свои какие-то потребности. А сейчас если бы мне девушка... О, Хесус, здорово. Здорово, Хесус. То есть, ты, Лёха, еще у Дианы сейчас сидел. То есть, ты сейчас прямо говоришь, что, в принципе, Диана, на чувственность похуй, Хесус, тебе как нужно там носик чисто твой? Такое, знаешь... Что именно? Ну, если бы моя девушка, ну, у меня девушки нет. Смотришь Хесуса? Ну, я, типа, не, ну, не прямо смотрю, но знаю. И интервью нет, с ним смотрела. Нет, ну, смотришь Хесуса? Ну, прям так стабильно нет. А, ну, тогда комик можно. Мне некогда. Не, а просто смотри, те, кто смотрит Хесуса, те, кто девчонки Хесуса, их трогать нельзя, типа, это вето. А что там за клип? А ну, подожди. Да там уже до хрена клипов хватит. Подожди. Дай хоть сам посмотрю. Здорово, я не буду смотреть, я тебе стану больше. Ой. Там ничего не было. Алло, блядь, там ничего не было. Ну чуть-чуть копилочку засветил. Чуть-чуть копилочку засветил, алло. Чуть-чуть была засвечена копилочка. Чуть-чуть была засвечена копилочка. Хесус, иди сюда, мой дорогой. Где ты? ВЛС, ВЛС тебя. Тебя, короче, блядь, тебя Хесус ревнует ко мне. Вин. Да у него свой гарем там, не, смотри, нахер смотри, я ему как, сралась. Саня, как какое не, правило есть? Если я к вину говорю. Смотри, ты вообще тут ни при чем. Если девчонка, а-а-а, типа, она типа у Хесуса, то ее трогать нельзя. Типа, это правило. Это правило. То есть да, то есть я почему спросил, то есть если она Хесуса говорит не смотрит, тогда окей. А так нельзя. Подожди, как это? Почему? Да, там есть определенные ситуации, когда нельзя. Нет, если это его девочка, да? Прям. Вообще, в принципе, то есть те девчонки, которые Хесуса именно конкретно Хесуса. Нет, это я не. Слушай, нет, я не соглашаюсь. Девушки, которые от Хесуса, скоро будут моими. Оу, скоро будут моими. Но я не думаю. Не думаешь? Не, думаю. Не, ну я думаю, по-любому какие-то девушки ко мне пойдут. Ну, от раскрепощенного мужчины. Я понимаю, что его. Пока тут любят... пойдет гиб. Бля, перебаньте вот этих ботов, не знаю. Рили мой пельмешка. Перебань этих ботов. Пельмешка, я думал, ты ее пельмешка называешь. Типа, не, пельмешка это у меня модерак. 16 лет лучший модерак. Хесус, сори, прости, пожалуйста, но типа, ну, есть девушки, которые, не знаю, ну, подожди, ну как это трогать нельзя? Я ж не... Не, смотри, Гвин. Не сильно люблю, но умею. Не сильно люблю, но умею. Не, ну в целом, как бы, тяга к этому. Ну, без робов, мне просто как бы инженер, если мне там собрать шкаф или приготовить, мне было бы интереснее шкаф собрать. Я это и делала недавно. Нет такого, она, что... Не, подожди. Там, ну, к сожалению. Вин, давай обсудим вот это. Что обсудим? Подожди, ну девушка сама выбирает, кого смотреть. Или как это, если его девушка, то нельзя... Вау, мы пришли к тому, что девушка сама выбирает, охуеть. Да, не, я к тому, что типа, смотри, допустим, как бы, ну вот... Ну вот, это, понимаешь, ну, Лёха просто мой друг. Лёха мой друг, и, допустим, типа, понятно, девчонка, типа, там, ну, прям сытся от него кипятком, да, то есть, как бы, я с ним даже общаться не буду. У меня были такие ситуации. Да мне пофиг на них. Не, вообще. Ну в смысле, типа, ну как? Чел, ну пожалуйста. Ну, подожди, чел, ну который бот, блядь, ну пожалуйста, ну не делай этого. Ну это ж неприятно. Ну зачем модератор чат закрывает, они не могут общаться. Брат, ну пожалуйста. Ну по-нормальному прошу, ну не делай этого. А у тебя разве модераторы не дают жопу? Ну типа, чтобы такого не было. У меня так. Да не, делают. Не бань, пельмешку, не бань его. Я думаю, человек понял. Брат, ну не делай так, серьезно. Я ж искренне прошу, ну это неприятно. Тебе может быть прикольно, но очень, ну, неудобно работать, серьезно, когда ты обращаешь внимание, что тебя типа боты спамят. Так, ладно, давай дальше. Спасибо большое. Я схватил возле меня. Нет. Можно тебя понюхать? Подожди, так я понял. Вкусно пахнешь? Не знаю, духи давно не покупал. Сейчас, типа, прикольно, блядь. Ты что, в смысле? А его понюхать, ему тоже обидно, его не нюхать. Вин, здорово, слушай. Вин, здорово. Слушай, а что за старик в очках с тобой? Это он со мной, алё, блядь. Гвина пришел сватать, блядь. Злой уехал. Гвина сватает. Правильно? Правильно. Гвин, как тебе это, малышка? Ну, в плане. Ну, он, блядь, я так сказать, типа, я просто, она готовить не любит. Я люблю готовить. А что она не любит готовить? Не знаю, говорят, типа, ну, я любит. Говорю, что умею, но прям не сильно люблю, не горю. Но а ты хочешь, чтобы тебя девушка готовила? Мне не было возможности. Я сам люблю готовить. Ну, так все. Ну, я отвратительно готовлю, но готовить люблю. Понимаешь? Ну, так подсказала бы, что я отвратительно готовлю, но готовить пиздец люблю. Но пизда только. Можем жить с моей мамой на хорошо. Да? Жить с моей мамой? Подожди, это как? То есть... Камень. У нас двухкомнатная квартира. Подожди,
То есть, если теоретически он, смотри, ты женишься, ты на злом, он на маме, и ты злой будет называть папа, блядь. Да, папочка. Злой будет говорить, папочка. Она же говорит, что не раз когда просили папочкой называют, типа, ну папочка будет, папочка будет на месте. Папочка на месте, папочка вошел, папу шаришь. И злого просто, блядь, поставил на место. Ты прикинь, а ты младше его, да. Он старше тебя, да. И он называет его папой. Сколько тебе лет? 23. Да, ну я не знаю, я один раз был, когда я раз был худым, и девочка говорит, типа, на... Типа, я думал, тебе 35. Говорит, ребят, не переживайте, еще мамочек позовет. Ну тут такой прям статный, я тоже думала. Статный? Знаешь, 15 синонимов к слову, блядь. Типа, я таким словом, типа, не будем фэтшеймить, типа, ну... Спасибо за донатики, спасибо большое. В твоем возрасте, это, знаешь, бывают крайности. Кто-то выглядит на 15, кто-то чуть ли не на 40. У меня была история вот из последних, типа, я с одной девчонкой по руху познакомился, говорю, типа, садись в машину ко мне. Моя машина, типа, сам понимаешь, 90-е чисто, садись в машину. Она? Села. А я серьезно? Нет, то смотри, есть ты этот барьер никогда не проходил? Смотри, еще прикол, типа, знаешь, типа, встреча Вика, типа, у кафе, типа, я подъезжаю, ребят, и максимально уебанский ее прозвать, типа, я прям говорю, типа, говорю, что малая, что стоишь? Типа, понимаешь, максимально... Нет, а что за сердечко? Я еду с другом, думаю, я хочу нашу, возьму-ка, знаешь, это кто-то зарейдил, кореш зарейдил. Кореш зарейдил? Кореш, сюда кореш. Это корешевские сердечки. Смотри, какую я барышню привел. Говорю, знаешь, типа, то есть, максимально на прикол, я с корешем ехал. Мы едем, пойдем, говорю, типа, ну, я говорю, что стоишь? А девчонка такая, типа... Спасибо, кореш, спасибо большое, зарейд. А, такая инстаграм. Да, 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 и я такой, типа, говорю, мама, а что стоишь? Говорит, вот, жду тебя. Я такой, ну, давай подброшу. Садится, я такой, бля, ты не боишься, значит, ну, блядь, типа, сижу я, сидит, у меня друг бородатый. Я говорю, типа, ты не боишься? Такая, да я, говорю, я вижу, у тебя, ты добрый. Я говорю, нихуя ты, блядь. Да, я такой, видно, типа, блядь. Да видно, девушки в это выкупают, а, жестко, да. Такая. Если бы ты там... Все убитые девушки в лесах, блядь. Да, 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 в лесу, да. Так и думали. Не, ну, ты, ну, это же пиздец. Да. Это реально, это просто пиздец. Мы с ней начали общаться. Привет, Коры, спасибо большое. А потом она на пятый день в ковидный госпиталь уехала. Блядь, пиздец. А ты подожди, для тебя был это барьер в плане то, что ты думал, что она откажет. То есть сразу на отказ. Я ехал с другом чисто порофлить. Вижу, ага. Стычуиха, типа. Я в какую говорю, типа, начинаю кинуть. Типа, давай. И ты говоришь, типа, давай сядь, подвезу. Да, и... она садится, я такой... Что? Ну, блядь, чувак, типа, ну, ты видишь меня, я в машине, я здесь еще в кожанке сидел. А он здоровый, типа, ребят, вы видели его, блядь? Это как бы, типа, ну, я как он 1.94 роста, блядь, и как здоровый. Типа, ну, как бы, я, как ты бы еще, блядь, сказал вашей маме, взять не нужен, он такой, как да, типа, нужен. У меня была в России, в мытищах очень прикольная движуха, типа, я должен быть... Типа, как анекдот начинается, в России в мытищах. Ну, блядь, машина Гвина... Гранд Чероки джип. Гранд Чероки, да-да-да, джип Гранд Чероки. Я говорю, я в мытищах, типа, кто же в мытищах, типа, знаете, Красный Кит. У Красного Кита была в Абисабе движуха. Я тоже, я подхожу, понимаешь, блядь, подхожу, типа, и просто какой-то... Мне скучно, блядь. Я пиздец обожаю общаться с людьми разными, типа, мне вообще похуй. Ну, я так. Я подхожу, типа, знаешь, мне вообще похуй. Во-первых, типа, особенно, когда я понимаю, в другой стране, я понимаю, что никак наши пути вообще не пересекутся. Я у себя, допустим, на районе не смогу кому-то подойти, там, какую-нибудь хуйню вкинуть, потому что понимаешь, что где-то как-то может быть пересечение. У меня был в жизни опыт, что мне приходилось автостопом немного путешествовать. Ну, не путешествовать, а, блядь, добираться мне до колледжа. Мне никогда не останавливал машину, сука, никогда. Я сколько раз стоял... Но я это делала без рофлов, с ножом и с баллончиком. Я очень боялась, что какая-то дичь произойдет, ну, тупо маршруток в том районе не было. Так наоборот, такие интересные люди попадались. Один чувак, знаешь, чем занимался? Чем? Он из Китая... Людей в лес вывозил! И меня повез! Но у меня был баллончик и нож! Он занимается суррогатным материнством из Китая в Украине, такая. В смысле, вот в Китае сколько людей, прикинь, сколько бесплодных. А у нас в Украине, жесть, типа, дешево выносить ребенка. Такая, ебать, когда ты в жизни встретишь кого-то, кто в этой сфере связан, где, блядь? Блядь, да не знаю, на самом деле, типа, когда ты... Это я... интересно. Я обожаю, если еду в какую-то страну, я всегда общаюсь с таксистами, потому что таксисты знают за всю движуху вообще. Я когда, типа, приехал в Петербург, мы приехали на такси... Короче, где дороже продать яичники, яйцеклетку, блядь? Блядь, они знают все. Мы едем по Рубинштейну в Петербург, и человек говорит, типа, тормози, говорит, вот, типа, там, девочки туда-сюда, тыры-пыры, пятьдесят, все, блядь. Он подвез меня к отелю, и номер мне дает, говорит, звони, говорит, типа, вопрос решим. То есть таксисты, они знают всю хуйню вообще, всю хуйню мира знают таксисты. Выкупают все, вообще, да? Всю хуйню. Да. Типа, но меня никогда, я сколько раз стоял, мне нужно было добраться, никогда мне никто не остановил машину. Никогда, когда я голосовал, никто никогда даже не останавливался. Ну, ты просто очень сильно, тебя чуть боятся. Так, чатик, прожмите фоллоу там, на сердечко на канале, да. И что тут? Ой, злой!
как дела? О, злой. А тут твою малышечку уже охмуряем, а ты, не, короче... Не-не-не, тебе верна. То есть так, да? Да. Прости. Камень. Знаешь, хорошо. Я чувствую, у тебя феромоны немного уже дали о себе знать. Вот тебя нюхаешь, ты очень прикольно пахнешь. Это гидный дургоз. Это злой просто оставил. Да, то есть так вот, да? Это видно. Угадай, сколько в Украине яйцеклетка стоит? Ладно, сперму знать, там гривен 300. Я не понимаю. Я в этом вообще нет. То есть, подожди. 1450 гривен. Сколько? 1450 гривен. Нет. Дорого? А сколько? Да. 1000 долларов. $1000 яйцеклетка. Подожди, это просто вынимают из себя яйцеклетку. Ну, это такая там серьезная операция, там, то есть, ну, такая себе процедура. Да. Ну, я так вот тогда узнала. Я знаю, сколько стоит пластинура, скапелла и аборт. Причем, знаешь, там же люди выбирают, типа. Хесус, ты пока посидишь, да. Подожди, а что он пишет там? Что он пишет там? Вин, вези ее в Москву. Вот эту малышечку. Это Леша пишет. Это я ее позвал. Что, поехала до Москвы? Я не понимаю. Подожди, Хесус. Ты настолько... Подожди. Мне вот интересно. Хесус настолько... Я с собой нож возьму. Смотри. Нож с точки зрения самообороны... Это ты в Киев приезжай, Хесус. Я тебе таких малышек здесь найду. Ё-моё. Я в понедельник уезжаю в Одессу. С Одессы потом, я думаю, я через декабря приеду на машине. Пойдем через Киев в Москву. Леша. Я подумаю. Вместо Блаблакара с тобой. Смотри, да, так и Блабла будет, все будет. На меня, кстати, в жизни один раз напоедали на моем районе. Да. Вот ты говоришь про нож, у меня тогда был с собой баллончик. Причем я возвращалась, это было 9 вечера, и я это, сука, первый раз в жизни не взяла такси после дня рождения подружки, да, блядь, 9 вечера закончили, она тогда малая была, просто 17 лет исполнилось. И на меня, получается, напали, сука, как назло, я ни лица не забыла. Не, мужик. У меня просто, походу, было состояние аффекта, потому что момент нападения не помню. Я только помню, я эти колени разъебала прям пиздец. Я просто падаю, держу этот вонючий андроид за 3000 гривен, потому что, блядь, ну а типа... Он выдирает телефон. Он пытался спиздить телефон, он браслет спиздил, это была Ева хуйня за 40 гривен, блядь. Жесть. Не повезло. Не знаю, меня и знаешь, что дальше происходит? Я а я на каблуках была, ну в этих, на сапогах. Ну я такая прям... Бабёна была, ну, в плане, типа, там, платок, то есть не выглядела там, как проститутка. Подожди, я вот не вижу, короче, смотри, вот перебью вас. Хесус хочет тебя, как бы, в Москву, чтобы ты... Подожди, стой. У Хесуса полчата девушек. Да, больше. Больше они меня разъебут. Подожди. Не сидят, их боюсь. У него куча поклонниц, девушек и... У него гаечка. Хорошо. Гаечка. И подожди, она тоже, типа, фанатеет? Ну, там у них какие-то свои дежурки. Ну, да. Хорошо. Они подожди. Отрицают, но... Подожди. Я убегу. И он, то есть он не может к себе позвать тебе любую малышку. Почему? Он типа, он же нормальный парень, ну, в плане... Нет. Спокойно может. Нет. Лёша может. А чё он её требует в Москву? Если тебе понравится эта малыха, тут уже злой в очереди стоит. После меня, кстати. Злой в Харькове. Злой уже в Харькове, да, злой! Минус один в очереди. Подожди, я что-то не понимаю этот. Так, неважно. Ну, хорошо. Вообще. Девушки Хесуса, если вы из Киева, просто пишите в ТГ. Ой, какой ТГ? В Инстаграм пишите. Я могу номер камеры дать. Вы не переживайте. Здесь настолько уютно, вы почувствуете себя будто дома. Кстати, я подтверждаю. Так я тебя очередная просто. Я подтверждаю. Знаешь, у меня всегда, вот, Серега. Гостеприимство вообще в Киеве. Я приехал вообще, блядь. Ты офигел, да? У нас, ребят, вот из-за этого, короче, кто переезжает? А мне каравай. А мы не будем. Для вас это сюрпризик будет, кто приедет в Киев, да. Не, они все знаете так. Ну, конечно. У него охуенное гостеприимство. Пришел раньше, сделал мне массаж ног, дал каравай. Справжняя украинская... Помнишь это движение? Ну, анус, да, а клитор нет. Да ты что ты ломаешься? Так. Чатик. Короче, я не знаю вообще, а что так, а что он не может? У него куча девочек. Не, у меня тоже девочки есть. Ну я же к нему трахаться не поеду исключительно. Тогда что я тебя зовут, блин? Нахуй пошел. Киев, ребят, вот серьезно, у нас такая компания жесткая в Киеве. Вот Гвин в первый день, когда приехал, он почувствовал это, приняли ее вот вообще как ровного чела. Да, бороль, я говорю, я же как, я приехал в Киев. Я просто от деда спасти хочу. Я приехал в Киев.
типа, я же не знал, я даже, типа, я говорю, я делал, что меня сейчас злой позвал. Да. Передавай злой, типа, потом говорю, Ваня, я тебя заберу. Да, да, да. В плане, говорю, ну, не знаю, ну, опять же, понимаешь, меня спрашивают, типа, я когда ты мне еще залетел, говорю, типа, разница, говорю, ну, я разницы не вижу в плане общения, там, когда мы в ДС сидели все, типа, вообще разницы нет. Ноль. Типа, да. Как бы, блядь, я могу как здесь говорить, как там, блядь, и вы, то есть, я не знаю, нет такого, типа, прям, ебать, а ты в жизни да другой. Да у нас даже нет понтовой такой культуры, вот у нас даже ЦУМ не считается прям чем-то, блядь, таким сверхохуенным, а допустим, как у нас. Ну, я думала, ты про то, что, типа, ты думал, что киевляне какие-то на пафосе. Блин, да нет, я, как бы, при чем тут это, типа, как бы, я к тому, что... Да, нет, я к тому, что вот я с людьми общался в интернете исключительно, то есть, как бы, и мы вот, наша с Хамиком встреча сейчас вторая в жизни, да? То есть, первая была, когда мы к Сане поехали. Да, вот, да. Вот, как бы, типа, ну, там мы нахуярились, и все такое. Ну, мы там, блин, ребят, мы такую интересную игру, на самом деле, с печенькой, которая... Главное, что, знаете, типа, надо было пиво там, понимаете, пиво. Ну, так такое пиво, это легкий алкоголь, ну, выпиваешь себе, нормально чилишь. И, короче, и Вадим говорит, Саня говорит, типа, возьмите пиво. Вадим приносит, короче, баночное пиво безалкогольное. Это вообще был ров. Нет, это был нет, смотри, на чем прикол? Мы сидим, мы идем машину. Да. Мне Вадя говорит, типа, хватает? Я говорю, ну, вроде как. Да. Потом, возьми еще одну. Я беру еще одну, типа, этот. Подуй. И он, короче, и он достает 36 бутылок, чтобы понять, ребят. По 0,33 пачку. Говорит, это на добивку. Я не послежу за пиво. Я такой, короче, я выпил все пиво, что было на хате, блядь. Смотри, смотри, я тебе расскажу. Я взял, короче, зашел в магазин, я взял всю корону, которая у них была. Ну, пиво, корона. Я взял всю, все, что у них было. Я принес, Вадим приходит. Мы еще корону взяли. Да, я знаю. Он приходит, ой, я взял пиво, а зачем вы еще взяли? Мы все выпили, короче, все выпили. Я уже допивал все, что было. Да, и, короче, без алкоголя. Я подхожу к Сане, Саня, ешь. Оно так легко шло вообще. Когда ты последний раз рыгал от алкоголя или вообще такого не было в жизни? Да, давно. Блядь, у меня вообще пиздец. У меня это был, по-моему, это был 17-й год. Начало, по-моему. Да, наши, ребят, добейте мне 20к винсте. Добейте, пожалуйста, мне 20к винсте. Пельмешка, проспам. Я два раза в жизни блевал, и после вот того раза, после крайнего, типа, я настолько был пиздец, я блевал себе в карман. Я думал, что спасёшь. У меня красная рубашка была, типа, я сижу, помню, типа, мы... Подожди, в этот карман? Да, у меня был здесь карман. Я сижу, это был катер прогулочный, я сижу на катере, потому что мне пиздец. И мне, короче, говорит, Саня, нужно пить. Я сижу, говорю, ребят, он сейчас не паркуется, я пойду. Я вырубаюсь нахуй, пришел потом ты. Поднимаюсь, а я там выжал бутылку 4, по-моему, водки. Я хуярил по-страшному тогда. Жестко. И я понимаю, что пиздец. А слева у меня вот этот борт, я думаю, сейчас за борт заблюю, типа, никто ничего не заметит. А мне никуда не получается, я хуярю на всех, кто сзади сидит. Просто так вот, знаешь, я на борт так оперся, такой... И пиздец, потом, блядь, ты понимаешь, меня снова тянет, думаю, блядь, я заблевал уже всех, и думаю, у меня гениальная идея, у меня есть карман, я наблю туда, и типа, ну я не буду никому мешать. Я достаю карман, начинаю тебя хуярить, карман, блядь. Вот так, чтобы понимал, я когда проснулся на утро, я думал, пойду простиру рубашку. Простирал рубашку, потому что в кармане-то пиздец. Мне пришлось карман, типа, распарывать, чтобы он вообще это пиздец. Я просто, я настолько, знаешь, настолько это сделал, я думаю, грациозно, я, знаешь, отвинул этот карман, такой, типа, Это было, знаешь, так. У меня по алкашке столько историй, это пиздец. Как мы типа в туалете заварили. Мне тоже. Вот ты в карман рыгал, только не у меня, у подружки был день рождения. Ее таксист вез, и ей прям херово стало, она прям говнище нажралась. Я это не наблюдала, это надо пересказать. Она ей из букета, блядь, знаешь, такая фифа инстаграмная, она еще такая была. В юбочке. Блядь, куда рыгать. И не додумалась как-то выйти на улицу порыгать. Короче, просто в букет, блядь. У меня был вещь, когда я сделал... охуенный букет просто. Я с девушкой ехал в такси, помню, и я, короче, блевоту со стекол ее погосками вытирал. Вот это любовь, я понимаю. Если ты ее не любил, но... Нет, я сам. Я два раза в жизни наблевал. Можете вот, тебе рожать это. Это жесть. И вот, я, короче, вот заблевал, и хочу вытирать. Я колодками этот блевот не вытирал. Нет, ну это пиздец, за такого себя нельзя нажираться, и как бы у меня после этого нет такого, что я нажираюсь прям. Ну ты чувствуешь меру какую-то, да? Какую-никакую меру. Ну у меня, бывает. У меня меры вообще нет. Знаешь, у меня когда мера? У меня мера в том, что когда вот. Ну ты вот там начинаешь вот пиво и я чувствуешь, сегодня, что надо разгоняться, Саня, больше. Я за час, вот чем мы сидим, когда я начал 6 литр выпить. А, да? А все уже. Ну, естественно, я сейчас привезу. А, сейчас привезу. Я к тому, что у меня нету меры. То есть в плане того, что но у меня есть такая тема, что... Ну ты просто было себе бахаешь, нет. Вот это я считаю крайность. Нет.
А потому что у меня было один раз такое. Что, белка? Да. Я прям белка была. Когда... Белка или память отшибала? Ну, а, ну память, да. Белка у подруги была. Нет, у меня память, у меня память отшибала на... Я выше. Я даже не пил, но у меня память отшибала, знаешь, вот ситуации происходят в пиздецовской жизни, типа, и самое ебаное, что есть в жизни, это то, что, блядь, я понимаю, что некоторые моменты, вот особенно вот у меня последние, переживать гораздо проще, когда ёбнешь, угу. И я просто не могу напиться, блядь, ну из-за стресса, потому что алкоголь не, я не знаю, то есть у меня нет чувства опьянения. И я понимаю, что мне хуёво, я не могу трезвым это переносить, вообще пиздец. И вот тогда были моменты, у меня недавно память нахуй вообще отшибла, я просто помню, знаешь, так отрывками всю движуху. А чем отшибла, что пил? Нет, ничем, ситуация отшибла. А. Ну, у меня вот то же самое было, когда у меня память отшибла. Ага. То есть мы выпивали Рево, блядь, не рекламу. Ревасик! Ревасик! Вишневый! Блядь, Ревасик, это короче, то есть... Мы, это было все мирно, интеллигентно, в селухе. Но, то есть я выпила, я уже такая веселенькая, тут я узнаю там плохую там семейную новость. Я начинаю переживать. То есть если бы я заранее узнала, я бы не пила, я бы такая, справа нет. И я начинаю водку хьярить, после водки рева, короче... Градус типа, понижается. Я себе считаю гетера, но тогда я засосалась девка, которую чуть ли не сама поносила, типа, за то, что она со всеми ебется. Я еще потом играла, это фу, она шлюха, даже я с ней сосалась. У тебя есть инстаграмчик, телеграмчик? Да. И, короче... Саля, подожди, у Жуалкова появился конкурент? Нет, я спрашиваю не ее инстаграм. А потом, понимаешь, мы там... Это была зима, я подскальзываюсь. Такая завидная девочка, ее так открытая как? Такая. Посмотри, как она история. Ну, мне договорила. Я подсказываю. Сейчас пиво приедет, посмотрим дальше. Хорошо. Ударяюсь головой немножко, и все, память отшибает. Я просыпаюсь, как в фильме, в чужой одежде. Меня там друзья, подружки переодели. У меня разъебаны руки. Мне говорят, типа, у меня, походу, началась белка, ничего не помню, что там недалеко было кладбище, и что-то там убегала от них, там плакала возле кладбища. Пиздец. Ударялась руками просто. Вот это самое, наверное, трешово тогда. И я ни хрена не помню. Думаю, боже, это жесть. Но зато я знаю свою меру. У меня было такое два раза, да, в жизни, что... Эликсир забытия. Рево-водка. Мне рассказывали, что я делал такие вещи, я понимал, что это стадия белки. Да. А знаешь, когда? Вот именно из-за водки. И на самом деле, типа, нельзя понижать градус. Это я понял. Когда ты уже хорошо выпитый, понижаешь градус, все, вам жопа. Одно дело, когда ты забываешь ситуацию... Я видел, нет, это видео. Это мое видео видел. У меня такое, Саня, у меня как бы память сам по себе хуёвая. У меня была история, когда я нахуярился, я шел домой. 7-8. И... А, я, короче, я шел с зонтиком, и меня остановила патрульная полиция. Я хуярил им в живот и говорил, типа, что, типа, минус один, минус второй, нахуй. Что? Yes, минус три! Я зонт открывал и хуярил, типа... Опа. Полицию? Полицию, да. Подожди, надо охране набрать, чтобы... Алло? Здрасте. Да. Как нам попасть? Сейчас даю человека, он все объяснит. Сань, какой номер, не спали? Да. Алло. Здравствуйте, а вы где? Я зонтом брал, открыл зонт, минус один. Подождите, я... Извини, если перебиваю. Да. В компании всегда такой, блядь, один говорит, другой начинает орать. Да не. Там говорят в чате, если тёлка бухает, и через него много херов прошло. У меня, блядь, наоборот, с девочками, типа, я такая... Да чё за дичь, вживую такая? Блядь, не знаю. И сюда. Так когда люди пьяные, как бы это всё как-то не так получается. Объяснил? Да, ты неправильно написал, ты 16, а тут ты один. Настя, как ты мне написал, я скопировал то, что мне написал. Я понял. Ты меня сам неправильно написал. Подожди, сейчас я посмотрю. Смотри. Так что говорю, понимаешь, типа, алкоголь с ним... Я тебе нормально. Нет, да? Я не знаю, может, ты неправильно увел. Нормально. Короче, алкоголь это такая вещь, которая, типа, ну очень... злая, блядь. Ну, для тебя... Вот, ну смотри, закрой. Подожди. Хорошо, надо. Бля, ну так нет, в губы вообще так неинтересно. Нельзя, нет, слушай, ну а ты как с парнями здороваешься в Киеве? Блядь, в засос просто, такая, ух, еще за яйца схватываю. Всех, ну в плане, вот в Киеве, я тебя не, блядь, девушками, с девушками, я со всеми целуюсь. Я не целую парней, я спросил у нее, как она с парнями здоровается. Я вот, например, в Киеве со всеми девочками, со всеми. Я немножко... Типа вот в щечку всех целую. Если это мои друзья, то я немножко пацанкой могу такая... Здорово, бля, здорово. Ну да, типа, со мной вот ты... Она сразу, знаете, как она, ребят, первая встреча,
Здорово, Панифика. Первая встреча, она такая раз, типа, иди сюда, обнимусь, там, туда-сюда. Ну, не знаю. Я не успел ее... Вот. Все, ты успел мне жопку выдумать, не знаю, как мы говорили об этом. Жопку там чат что-то, не знаю, спалил. Ну, блин, ну это, там ничего не было, ребят. Ебать мой комик, что ли. Так угарненько пытается сказать. Я, что ли? А? Я, что ли? Что я пытаюсь сказать? Че? Девочка очень красивая, согласен. Ой, спасибо, согласен. Приятно. Согласен. Она на кастинг к нам пришла. Эдвард, да. Ты упырь. Или как-то на этот видос. Я не слишком близко. Слишком. Ладно, не буду я ее смущать, алло. Алло, чатик, остановитесь, остановите тут. Не знаю. Камик. Подожди. Да. О, короче. Ты не у Вудмана новый камик, кастинг каши, у Камика. Каши мене дитина, блядь. Она тебе говорит, что ей не сподобаются, коли, блядь, хлопцы, они, блядь, настойчивы. Настойчивы, да? Так и ты, а я не могу. Вот я это, кстати, я могу. Это логика, если ты говорил, ну, извини, там, ты не сильно много. Ну, против моей классная. Улыбки просто, я вам реально рассказываю. Ребят, вы видите? Привет, подожди, мне теперь стыдно. Тут Анечка зашла в чатик. Привет, Анечка. Давай сделаем вид, что у нас мой профилос. Там такая девочка, там хорошая моя девочка. Здравствуйте, Анечка. Анечка, он до нее дотрагивался. Я не дотрагивался до нее. И дотрагивался. Пересмотри стрим. Сейчас, скиньте клип, просто все будет ясно. Так, подожди, Ань. Нет, Камик, а что ты сразу даешь? Камик, блядь, нет, подожди. Подожди, Анечка, солнце. Я тебя жду в Киеве. Анечка, он не ждет, он дожидается. Конечно. Он перебивает. Все, дед, Панифика, с тобой не было никакого контакта, сори, я как бы, сори. Ты хорошая девочка, но ты скилдора выбрала, кстати. Вот он мне только что так шептал на ухо. Привет, Настя, привет. Я в какой-то момент пробовала, слушать аудиокниги. Решила, выберу Лолиту. Ну, типа, я понимаю, что своя кринжа. Сейчас бы Набокова в аудиокниге слушать. Блин, да, я, короче, еду в метро, такие, и мне прям на ухо такая, и вот таким голосом, как у Камика, такие красивые. Молоденькие девочки. Я такая, ёб твою мать, Набокова. Говорю, моя улыбка, я понимаю, как... Вот смотрите, вот каждому из вас дали инструменты по жизни. И вы должны ими научиться пользоваться. Я научился пользоваться своей улыбкой. Какие твои инструменты? Да. Не знаю. Вот, да по тебе видно, что ты добрый. Если начнешь, вот серьезно, ты чуть-чуть уверенности тебе, что тут сказать еще, кобель. Я уже привык. Да не кобелья, я однолю. Кобель просто со своей девушкой еще не нашел. Чем я сука, у меня этот... Я, короче, смотри. Барсеточ. Смотри, я просто не знаю, ну, я вот умею пользоваться инструментом улыбки. Я умею понижать... У меня инструмент, понижать... это язык. Это язык. Твои зубы? Пользуйся, да, конечно. Не, ну, в плане... Смотри, камик. Вот у тебя, вот у тебя беда в том, что, блядь, ты как-то вот, я не знаю, типа. Ну, есть у меня такое. Почему ты переключаешься, Камик? Что? Ты должен слышать, что хотят в данный момент. А что именно в данный момент? Ну, блядь, вот даже я сейчас. Я хочу пиццу. Типа... Роллы хавай, ёпта, блядь. Я не хочу есть. Да про тебя, Камик. Да просто прям похаваем. Нормально, не только. Нормально. Сейчас я еще выпьем. Как бы тому, что надо переключаться. Да, это все мои зубы. Настырных не любят, ты Камик, нужно немножко Наоборот, они любят уверенных. А знаешь почему? Они выбирают. Да, весь стрим говорила, Камик. Что я люблю забитышей. На. Сейчас, да, секунду, да. Про уверенность пожалуйста. Не, ну все ж разные. Алло? Девочки, как ни крути. Те, которым, ну, те, которым там не хватило мужской любви. Алло, в жизни. Да. У меня там была полная семья до 16 лет. Ну, типа, они. У меня родители мирно развелись. Просто мама, скажем так, начала интеллектуально образовываться. И в университет пошла в 40 лет. Знаешь, смотри, все, что у нас идет, все наши. Все наше естество, там мысли, там ну, да, это все фетиши и прочее, это все идет с детства. Да. Понимаешь, как бы, ну, забитыши это все равно, как бы восполнение чего-то утрачено. Ну, я ровно про забитыши, то есть я скажу так, что-то спокойное, что-то легкое. Я не кобель. Не, слушай, вот подожди, что ты там спрашивал? Да я уже забыл. Не, смотри, уверен, они выбирают лучшего. Ты посмотри, как даже в природе создано. Если есть тигрица. Она выбирает самого лучшего. И вот этим ты показываешь, что они, ты лучший. Они ограничены реалом обитания и количеством особей в стае. У нас нет ограничения количества особей в стае. А львица выбирает тех, кто кого там, убьет. То есть тебе в реальности пришлось бы злого убить. Да, пошли на вилку. На вилку, блядь, похуярился. Нет, так зачем? Зачем? В этом есть в общении твое. Ты не можешь. Это уже получается криминал, понимаешь?
То, что ты можешь сделать, это уверенно подходить. Камик, это получается криминал, только если возбудят уголовное дело. Так, осуждаем. Злой кукол, да, уже отлетел. Я вот вина уже сватаю с... Куколдиха, очень приятно. Александр Глинский. Александр Глинский, не куколд. Не, ну, я по факту говорю. Типа, блядь, как давай поженимся внизу по подписи. Просто вы не куколд. Зря старается, она думает, что это про моем лонгере. Я думаю, после моего лонгера она передумает о твоем лонгере. Она вообще твой лонгер никогда больше не вспомнит. У меня гопер, блядь. Нет, по факту, девушка выбирает лучшего. Пошли на лонг. Но девушка, понимаете, в этом проблема, что некоторые мужчины думают, что они выбирают. Ну, всегда девушка выбирает. Ну, это так и есть. Так и есть, и всегда было. Вот меня, типа... Когда... Если чувак известный, популярный, то ебать. Там уже... Чадик, фиг найдешь такую, которая... Смазочка, ой. Камик, закрой мой баллон, блядь. Камик. Смазка. Она просто... Вкусно, кстати, пахнет, Камик. Выебу сейчас. Закрой, блядь. Чтобы не уветрилось. Бактерии. Да какими бактериями? Да антисептики. Давай на время накрыть. Я боюсь коронавируса, я не могу трогать. Тебе приятно? Нет. Боже. Без рофлов. Сейчас такое расскажу. Ходила как-то на свидание, там попался кринжовый чувак. Он примерно тоже такой, типа, я такой охуенный, я такой пиздатый, я такой должен быть сильным. Мы, короче, едем. Вот я хочу на твоей руке показать. А? Вот он берет мою руку, вот так вот открывает пупырки, и вот тут мне начинает чуть-чуть лизать. Я сижу просто в ахуе. Что, блядь? Это он, блядь, так... Типа, боже. Это тут эрогенная зона. Ты понимаешь, что... Чё, где-то начитал такую идею? Потому что прошло 15 минут, Камик бы начал то же самое делать. Зря ты его опередила. Камик, это 15 гривен еще стоило. Еще пощечину такую. Камик, это стоило 15 гривен, блядь. Тёмбан забитым, блядь. Не трать мой антисептик. Бля, он снова звонит, Камик, блядь. Он перебил адрес. Блядь, на объяснимую ситуацию. Подожди секундочку. Сколько за меня за массаж? 200 гривен. Камик, блядь, я пиво хочу. Чатик, понимаете, вы там... Саня, блядь! Вы там вручную ебашите, а я тут, блядь, уже как бы обрабатываю. Камик, блядь. Так. Алло. Сына, пускай мне привезут, потом обрабатывай, что хочешь. Да. Спасибо. Держи. Как это? Ну так, только я что... Я могу так стримишь и такие... Да, подтверждаю, что адрес тот указан. Еще, блядь, на пол экрана. Но я стараюсь так не стримить. Один балл. Стараюсь. Не, я вообще жопа и сиська не течу. Мне уже в Инстаграме, да и больше, все скучно не стало. А, хорошо, я сейчас его наберу. Сейчас соберу. Типа я как-то не выкладываю. Я просто, ну, не говорю. У меня отношение к стримершам, я... Да я представляю. Все, он уже здесь. Он уже но здесь. Но я хорошая. Охрана. Я не такая, как они все. Я другая. Да, честно? Такая, честно? Да. Да. Так, сейчас, чатик, да. Я подтвержу, сейчас он придет. Контактами меняемся. Я полностью, я все. Я не такую, я не такая же трамвая. Мешка там спамит ссылки, подписывайтесь. Ну, кстати, вот ты говорил про 100 тысяч гривен. У меня там топ-донатеры там нормальные. Потому что маленькие. Да, донатеры, накидайте еще. Топ-донатеры. Не, ну... Это твой донатер, да? Сейчас просто разбирать весь этот стриминг, как долгая тема. Я просто говорила, типа, хостес работал, там папика вот так. Блядь, хостес, опять же, хостес где? Потому что я знаю девочек... Очень разные фестивали. Один раз я была там, где была встреча Порошенко и Кличко. Знаешь, где хостес работает, в моем понимании? В кафешке на входах, да. Не, у нас... Что? Ну там хостес обычно. Блядь, не вообще ни разу в рестораны заходил, везде хостес стоит. Вот эта барышня, которая говорит, здрасте, проходите, это хостес. Нет, те, которые я знаю, хостес, это обычно... Ну так меньше по стрибарам ходи, как в GTA-шке. Я не буду звониться. Ты просто помнишь, что там у тебя хостес, у них типа хостес... Не, мне вообще не так. Я вообще один раз в коронном костюме. Знаешь, чем отличается хостес, типа, от обычной, ничем, которая там в этих всех заведениях? Она не ебется за. Нет, у них ценник выше. Сейчас я выключу. Не-не-не, у меня совсем другое. Там, типа, иногда ты, ну, что-то скучное, типа, заполняешь, что, о, здрасте, вы пришли, держите вашу карточку, такое, типа. От Альфа-банка, то есть, там, семейный был праздник. Потом, боже, у меня такой рофл был. Короче, стою я дома, такая зашкваренная, мою окна. Мне судьба говорит, Настя, срочно замена нужна, срочно. Короче, я быстро одеваюсь, пиздую, вот тут на Арсенале, там была какая-то бизнес-встреча, там был Порошенко и Кличко, я приезжаю, мне такие говорят, Ксюша, что ты опаздываешь? А я не Ксюша, а Настя, то есть меня отчитали за другую девочку. По итогу я там, ну, типа, и пиво разливала, ну, солидное какое-то. А мне такое неприятное, типа... она вышла. Так я еще понимаете, что? Ничего. Да я так, короче, слушаю. Я так и думаю, бля, так спокойно попала на вечеринку, где здесь президент, то есть я его могла спокойно не увидеть. Порошенко? Да.
Я думаю, ну, как бы типа, там... Типа, в колготках они... такую снайперку, блядь, пронести. Они не успевают тебя воспринимать. Ты, типа... ты так быстро говоришь? Да. Разговариваешь, да, очень быстро. А ты в постели мне... такая же быстрая или нет? А ты? Не. Знаешь, как Камика называют за голову? Скорострел? Нет, Санька Сапсан. А почему так? Сапсан, знаешь, поезд. А зло называют самолет Мрия, потому что самый большой хуй. Высокоскоростной. Бадунс. Не, ну 15-20 минут, говорю, нормально. Сань. Ну, бухим можно и подольше, на самом деле. Сань, у тебя по графику нет какой-то? Что? График такой 7:30, так. Нет, графика никакого нету, просто, ну, какой-то вот, ну, не знаю. Индиана же говорит, у него час, но этот час — это проблема у него. Блять, да просто... Это жесткие проблемы. Да, блять... Опять же, понимаешь, что мы в час включаем, как бы, типа, ты помнишь, там же, понимаешь, вот если брать в целом час, окей, типа, там идет. Не, часть, ну, прелюдия, не, да, имею в виду сам акт, 15 минут, да если куда прелюдия, ты чё? Один чувак мне как-то на свиданке говорит, ну, прелюдия, это значит прелюдия. Ну, тупой какой-то попался. О, типа. Такой, да, ебаный, блядь, прелюдия, блядь, ту руку, блядь, и тут, блядь, начинает терты, блядь, ебать, уебище. Типа так, для ладно. Него прелюдия — это на улице где-то целоваться, это прелюдия. Это тухэд, ребят, тухэд, да, блядь. Это прелюдия, блядь. Не, прелюдия и сам акт, ребят, это, ну... Ты на улице ебался когда-нибудь? Конечно, блядь. Конечно. И в лифте, и в примерочной, блядь, и везде, нахуй. На пляже, в воде, блядь, и в море, нахуй. Я не помню, где я не ебался. В лесу, да, 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 в лесу, блядь. А комары? Это пизда, это вообще, это нонс, это такая история была. Это Хмельницкий поехал, короче, в Наевши, по-моему. Ты можешь на секунду микрофон звук, ты пошел Жесть, жесть. Не, это история, ребята, это на самом деле извините, нельзя лучше, это Twitch, да. Твич, блядь, да. Да, Твич не одобрит такое. Ну, спасибо, что ты... Бля, прикинь, вот кто-то бы этот, пришлось бы осуждать, если бы кто-то да, неподготовленный к Твичу. Ну, конечно. Жесть, жесть. Конечно. Не, ну эта история на самом деле жесткая. Да. Не, ну просто я верю, потому что... А что тут такого? Не, ну типа, блядь, ну вы хотите каких-то новых чувств, возможно, даже подглядывание какое-то, блядь, может кому-то нравится, что за вами наблюдают. Блядь, у людей куча фетишей, куча. Какие у тебя фетиши? Они хотят пробовать что-то новое. Отличающиеся от обычных. Есть ли такие фетиши? Ну не знаю, потому что она была в красных чулках, блядь, и только. Ну, блядь, ну это воплотимо, нормально, то есть на больших каблуках просишь ее, блядь, не раздевать их. Каблучки. А остальное все, да. А да. Когда иногда бывает такие вот животные инстинкты, что ты не хочешь, например, трусики с нее скидывать, а хочешь отодвинуть. Ну хоть не разорвать, блядь, сука. Бля, а похрен, и такое бывало, и дорогие но трусы рвал. После, конечно, блядь, тогда пиздец. Это, блядь, купил и сразу же порвал. Вообще похрен. И это нормально, я считаю. Ну, типа, вот это... А, бля, одна из бывших, короче, она купила в секс-шопе... Бля, у меня такой панч пиздатый, но, сука, его не надо вообще говорить, блядь. В секс-шопе, знаешь, напиши. Вот такие вот на застежках, на двух кнопочках. Сейчас я тебе... Слышишь? Слышишь? Вин, на двух кнопочках в секс-шопе... Бля, не слушай, чат, да, слушайте. Ну, короче, в секс-шопе на писечке вот так вот застегиваются двумя вот этими, как они, пуговками. Да, именно на писечке, бля, ебать. Короче, ты детям так памперсы прелюдия, делаешь. Прелюдия туда-сюда, потом ты раз расстегиваешь, бля, и... Бля, тебе молодец, и потом, знаешь такие заклепки. Потом берешь так... Бля, это охуенно. А что тут такого? Я не понимаю. Это, ну да, такое, и что? Где ТГ? Будет ТГ? Бля, там фулы будут, кстати. Вот насчет... Фулы я как от Я уже слово залил. Фулы от камеры. Я злого к себе залил, Фулы уже. Злого или да. Слово? Злого. Короче, у меня был знакомый... Его телегу или что? Я его к себе в телегу. А, я понял. Мы же ходили фотографироваться в ванной. Да, я видел. Давайте вот микрофон так будем передавать, блядь, как мы пусть говорят. Да это не кринж, Хесус, это не кринж, это раскрепощенность, максимальный уровень. Максимальный уровень, типа, что естественно, то не безобразно. Да, я только писал панч, типа, уже его забыл. Бля, я помню, мы в кустах, короче, блядь, с девушкой, этот, блядь, нормально, и на песку, блядь, и песок вот этот, блядь, в пизду лезет, блядь, это пиздец.
Это такие истории. Это я говорю, я рассказываю всегда. Камень, да. Короче, у нас был в компании знакомый, который спокойно говорит. Что? Нормально. Да ну весело, чувак. Я, блядь, дома сутками самой сижу, мне охуенно хоть с кем-то пообщаться. Короче, был в компании знакомый. Там туза бит, пам! Который спокойно говорил о том, что типа, ну типа да, я люблю, когда мне девушка там пальцем в жопе. И при этом он говорил, у меня есть такой фетиш, я очень стесняюсь, очень боюсь о нем говорить. Я думаю, блядь, что это такое, там уретру там все что-то сует, там, блядь, еще что-то. Он такой, я очень стесняюсь, но мне очень нравится, когда девушка в резиновых перчатках. Блядь. Мы такие, блядь, это, короче, думал, это блядь, Сань, все равно есть, я верю, все равно есть те фетиши, о которых ты не скажешь. Что еще? Есть те фетиши, о которых ты все равно не скажешь. Ну, не факт, публично. Может, он послушает. Нет, а что, нет. Дай салфетку. Нету такого. Молодец. Нету такого. Нету таких, ну, я полностью открыт вообще. Мой чат знает, типа, вот моя аудитория по чуть-чуть, так сказать, поднимаюсь. Она знает, что я всегда говорю. В 6 лет, вот я на стриминге, 7-й, да, пошел. Ну, в 6 я лет, всегда, блин. Я всегда говорю правду, всегда вот, вот. Они знают об этом, они знают. Не знаю, а надо ли, чтобы некоторые фетиши знали мнение? А мне пофиг, на самом деле. Это... Ты понимаешь, я независим от чего-то мнения. Нет, то есть, я смотри, я говорю, я иду на тренировку, у меня в этот, наушниках музыка играет громко, всегда громко. Слушай, я иду, потанцую, распальцовочка вот эта. Ну, пошел, блядь, Трэвис Скотт, пошел, блядь. Я иду, говорю, мне все равно, я иду, танцую, мне нравится, и мне все равно, кто что скажет. Если я редко то, что скажет, мне... Не, это, ребят, лимонадик. Забыл. Это лимонадик, если что. И мне это вот нравится. Я беру от жизни все. В один момент, когда мне было 26, я понял, что я живу один раз. Но это не просто слова, а я понял своей сущностью. Я понял своей сущностью, что телом, разумом, душой понял, что я живу один раз. Поэтому беру от жизни все. И... А что тут снят? Ну, если вкратце, все естественные вещи здесь не безобразны. Правильно? Да, я охуенный? Тебе нравится? Ну, ты просто говоришь, ну, если вкратце, просто вкратце сказать, коротко, сестра таланта. И чат знает, что я не выебываюсь. Чат, мой чат знает, что я не выебываюсь. Я просто всегда говорю правду. Да, ты на прошлых стримах это говорил, да. я знаю, и все. Ребят, короче, я охуенный, блядь, я не выебываюсь. Совсем ясно. Вот еще раз кто-то скажет, что я не хуйный, я охуенный, но я не выебываюсь. Вообще, я скромный человек, блядь, но у меня такой хуй здоровый, я такой скромный, блядь. Нет, а почему? У меня такая так по факту я сказал, блядь. Так я по факту сказал, а чё, так я же не вру, блядь. Ну я ж по факту охуенный. Ну да. Нет, так, блядь, я такого не говорю, я простой человек, как и вы, чат. И все, то, что вы можете добиться, каждый из вас может. Просто нужно побороть некоторые ваши инстинкты, лени и так далее и тому подобное. А, да. Я тоже про это. Блядь, ну ладно. Это надо еще классно. Блядь, ну пизда. Я как... Блядь, я всегда это делаю. Ну ёбаный... Ёбаный насрал. Блядь. Давай, раскуяри здесь всё. Мы с богатой еще купим, Сань. Заебись, блядь. Я, кстати, всегда все разлил. Потом убирай за ним, блядь. Еще трусы не стирай. Он сам убирает. Даже сам убирает. Вызывает домработницу, она ему все убирает. Вообще сложно так сказать из стримеров, которых я там, ну, глядела, ну, не полностью прямо там. У меня нет времени. Что нет таких прям каких-то прям слишком выебистых как-то. Я таких не припомню. Все на Твиче относительно, в принципе, открытые такие, которые и про говно прошутят спокойно. Не в этом. Ты все равно, в любом случае, когда ты смотришь на какую-то медийную персону, у тебя образ его в голове складывается как вот, ну... Ну, да. Вне зависимости, даже если он в жизни, в интернете одинаковый, все равно у тебя какие-то мысли о нем складываются, когда ты его смотришь. Поэтому... Боже, есть один инсайт, но я не смогу сказать, кто это. Короче, мне через несколько... Через несколько рукопожатий я знаю, что одна медийная личность в Киеве, это там 99,9% кто просил. Ля, друзья, можете чекнуть. Это кто? Это киевская мучился. Подруга, вот. Вот эта, которой донат. Она хочет к нам? Да. Ну, у тебя есть подружка, ты говорила? Ну да, но мне никто не... Особенно та, которая со всеми, блядь. Её контакты давай.
Давай после тебя попью, у нас как будто был поцелуй. Типа 31к онлайн, нахуй. Блядь, на шутку, ну еще не шутка. А? Да я знаю, что это хуйня. 21 фолловер, 30 тысяч. А, да. 32к онлайн. Нормально, нормально. И бадди такую накрутку. Жесть, жесть. Не, вообще против накрутки. Осуждаем, блядь. Давай, давай. Осуждаем накрутки. Так. Да не, разбираюсь, типа, я знаю, что это ужасно. Что за кольцо, стоит 30. Хозяин, спасибо большое за сотку. За 99 рублей. За сотку нету. А, да не, обычные, типа. Я могу стаканы принести, так. Да, да. Это про меня? Нет, это не про тебя, Звой, тебя уже забыли. Ты уже одной ногой в Харькове, бля. Не, ну по факту. Нет, ну, у тебя как, тебя тебя развел рисованный? Ну, с детства. У меня, кстати, дедушка был художником, да. Просто я знаю, что ты обычно дизайнер, архитектор, у них вся жизнь. У меня дед расписывал даже музей войны в Киеве. Может, ты смешно рисовать? Я их не подготовила. Не, ну хотя бы просто, не знаю, давай после стрима, если что. О, хорошо. После стрима? Ну, показать дизайнерские работы. Да, да, да. А чем надо говорить? Блять, вагину, блядь, свою показываю. Да, да, сука, все фотки. Клеву вагину, блядь. Наконец-то, да, на пятишку. Я об этом и заговорил. Блядь, туда вагина, блядь. Так. Ой-ой-ой, а кто это? Так, у меня просьба к девочке. А если есть возможность, можешь вину дать по-братски. Вину дать по-братски. Кому? Вину. Вину? Вину? Да. Дать что? Да. Счастье, радость, дружбу, нет, магию. Дружба мне не нужна. Счастье, радость, в принципе, пойдем. Себя. Ну, я думаю, ты нормально охранником зарабатываешь узло, можешь себе позволить проституточку. Мне, короче, один раз... Осуждаем! У нас в Украине, блядь, это... Нет, какой охранник? Это стример. Да я шучу, я же знаю. Ты точно знаешь? Да, я уже поняла. Или ты поняла, что он... Ладно, честно, я же не знаю, может, вы рофлите или нет. Я его, извините. А поначалу ты думала, что он реально его охранник? Ну, а вдруг? И типа, и Злой типа показался тебе презентабельным. Не, понимала, вдруг это друг наполовину охранник. Подожди. Типа, одно другому хорошо, не мешает. Хорошо, как ты восприняла Злого? Вот у него есть охранник. Ты думаешь, ебать, наверное, популярно. Ну, я сразу поняла по общению, что значит стример, скорее всего. Ага, я понял. Подожди, а какие-то есть чек-лист, как вот галочки расставлять, где по общению, что я стример? Да, блин, если ну, типа, ты можешь... Ты включаешься, ты ходил когда-нибудь на свидание с парнями? Ты не АФК. Ты не АФК. Парнями? Да. Нет, мне один чувак на одном свиданке когда-то... Ну, я вообще мало в жизни на свиданок ходил, но у них все были что-то пиздоваты. Один такой, знаешь, о чем говорил? Я люблю шахматы и хочу кофейню. Чувак все, слева весь стример? Диалог, подожди, кто? Все. Подожди, подожди. Кто спрашивает? Чувак слева стример. Слева это кто? Это здесь или там? Это Гвин, ребят. А это Кам, бля, если... Бля, ко мне заходит чат, говорит, это кто такой? Что за типа, как с Гвином? Бля, донат закрыл. Чё, ничего себе, 7 лет на Твиче, алло. Уже слюной польется, а счастье. 24 сантиметра. А Селёва 24 сантиметра. Давайте вот не будем без этих. Камень, всё, бля. Хорошо, ладно. Ничего, я найду свою. Ты говоришь, что естественно, то не... Я свою найду. А как? А, блядь, это нельзя. Ну, ты честно, сука. Естественно, то не бесплатно, образно. А как в компании друзей кто-то пернул или рыгнул от паруров, и ты говоришь, что... Да, это не культурно. Не, ну смотри, но можно же придержать, понимаешь? Не обязательно пердеть или рыгать при всех. Просто, типа... Есть какие-то рамки приличия? Имхо. Ну что, нет? Есть какие-то... Ну, блядь, я ты все просто пердишь или рыгаешь при друзьях, при девках? Ну, на стриме скажешь. Не, я на стриме, выключая камеру, могу подмышку почесать, снова включить. А пукаешь тоже на стриме? Нет. А не, у меня шумоподавление хорошее, могу себе позволить, но не рискую. Не, ну ты типа выключаешь, сделала и это. Ну я так же сам. И рыгаешь. Я не пукаю. Я рыгаю на стримах, как мразота. А она не пукает, она девушка. Я же понял? Девочка. Саня, я на стримах как мразота рыгаю. Бля, ну мне это... Не надо. Я сам говорю, я нормально ко всем отношусь, жужжу и так далее. Ну не люблю вот это. Смотрите, вот допустим, у меня есть друзья, вещи, которые, ну... В компании, в которой я нахожусь, в данный момент, допустим, она не так считается. Как бы я, не знаю, я могу, я выпил там газировочку, или вот так вот, ебать, так шмеля, опустить такого, что, знаешь, стекла дорожали. Это мое такое, Ну это же не показывает какую-то силу мужскую. Сила мужская, это вот так вот, блядь. Саня, а смотри, опа, и все. А что? И рука уже попала в пульт. Так а зачем? Сань, так не в этом. Вот это вот мастерство. Так тут же дело, тут же дело не мужское. Понимаешь, я сижу в компании с друзей, я хочу рыгнуть, я могу рыгнуть, все. Ну мне как-то неприлично.
Не, я тебя не убеждаю. Крымская интеллигенция. Да, ребят, подписывайтесь, там ссылки пельмешка с память, это ее инстаграм, твич. Так же самое, Гвина накидай инстаграм, твич, и мой инстаграм накидай. Блядь, помогите 20к добить, вот серьезно, блядь, ну пиздец. Вот давайте сижу, отмечу-то. Сижу, сколько? Сижу уже этот, сколько у меня уже почти, у меня было сколько, 19,2. Давай сейчас его отмечу. 19,2, ну капец, 20к, твич повыше, 20к. Смотри, короче, старому нужно 20 тысяч апнуть. Старый сидит. Спасибо, пожалуйста. Подпишитесь, ребята. Вот такие красоточки, не один ее, раз будут. Ее отмечать не буду, вот его отмечу, короче. Вот, но, конечно, такие красоточки очень часто будут на стриме. Просто на старого пишите, сдайте ему 20к. Все, сейчас я отмечу. Все, вот это красиво, вот это красиво. Я тебе не понравилось. Как ты много перебиваешь? Нет, не знаю. Там все инсайды, ребят. Я всегда оповещаю о стримах на этом в инсте. Вот. Это как история. Ну, типа, телегу пока не завел, потому что, ну как, уже есть смысл заводить. Немножко. Но пока нету ее. Не успеваю за всем. Ну, сигарету чуть-чуть пробовал. Пошел в страх убит. Пошел сам в баню. Еще раз? Сигарету не пробовал. А, сигарету не пробовал. Я просто приближусь. Видишь, поверь, если бы я хотел поцеловать, если бы я хотел поцеловать, я бы тебя уже подавно поцеловал, парень. А я бы разрешил. У меня есть рамки. У тебя есть рамки? Да. Типа, пока не начнешь... А что это значит для тебя начать встречаться? Ну, я была в долгих отношениях, поэтому у меня сейчас нет какого-то четкого плана, я и на свидание то есть, схожу. Ну, подожди, ну, парень должен тебе сказать, типа, встречаться вот, началось... Давай встречаться или еще. Или просто вот, вы первый раз встретились, второй, третий, и вы потом такие сидите, ну, типа, вот все, начались отношения. У меня в основном отношения были с людьми, которые там, ну, друзей я шарила, там, еще что-то поэтому как-то. У меня не было такого, что, о, пошли на свидание, о, здрасте. Типа, я походила на несколько свиданий, но это всегда какой-то кринж, если ходить с Баду или с Тиндера, это, ну, пиздец. Мне один чувак, например, с свидания это пизданул. Это only fuck. Короче, я с чуваком встретилась в Гулливере, и, типа, мы зашли в магазин игрушек. Ну, просто, типа, там какие-то прикольные, там, фигурки были, динозавров, еще что-то. Я беру, типа, ну, фигурку, смотри, то есть чувака первый раз вижу. Он мне по руке пиздит, выхватывает фигурку, да, говорит, и говорит, ой, дай посмотрю. Вахуй, что произошло? И есть второй так. раз такое короче, повторилось. Короче, я вам без дрофа говорю, вот она действительно права, вот эти вот, как это называется, тактильные отношения, вот эти, когда ты трогаешь. Да, очень жестко, вот у меня тоже, типа, с девушкой одной общался, вообще не зашло общение, потому что она, блядь, вела себя, как, знаешь, как школьница. Она будто за партой мы сидим, я ее там, блядь, ну нормально, типа, для меня, я ее, короче, на ногу там это, она такая отбрасывает и вот так вот мне. Понимаешь? Вот это блядь, не щекотка, а именно, блядь, именно щипает, как вот в школе за партой сидит. Бля, я себя почувствовал таким молодым, думаю, ебать, блядь, школьница какая-то. Разве ты не этого искал? А ей есть вообще 18, я так подумал. Серьезно, мы в рейсике, мы видите в рейсике. Кстати, нас потом менты остановили, да. Есть такие девчонки, которые, если парень не боится щекоток, значит, он не скорострел. Ну, я не боюсь. Есть плане общения девчонки, которые, знаешь, которые общался с ней, думаю, ебать, вообще, знаешь, как будто типа я чувствую себя школьницей на вписке, знаешь? Есть реально настолько вот, я даже не знаю, я тебе покажу переписку, есть типа, такие девчонки, знаешь, типа такая, о, сука, блядь. Не, ну не так, ну не так. Типа не так. Я просто сразу, я сразу хочу обозначить территорию, если девушка поднимает у меня руку, она для меня становится полноценным спарринг-партнером. Осуждаем. Смотри, я тебе расскажу. Вот у меня бывшая, короче, тоже, знаешь, я любил так жестко пошутить, вот, и у меня такие пошлые шутки, знаешь. И вот она знаешь, что делала? Она вот этими крючочками вот этими вот начинает бить. Вот этими крючочками бить. Да. И знаешь, что я сделал? Я один раз, типа, ну, тайским занимался, я, типа, в оборону и выставил локоть. И она вот этим крючочком, вот этой штучкой попала вот сюда вот. Очень больно. Я ее такой, блин, обнял, такой говорю, блин, ну я хотел. Она такая, ну отстань. Короче, в следующий раз, когда вот подкалываю, я готовился сразу к ударю, я подставлял вот эту вот часть, она мягкая, знаешь, чтобы ей, блядь, не дай бог, чтобы она где-то не ударила. Настольно, вот это любовь. Вот это называется любовь. У меня с один раз была такая не ценила, сука. Пошла нахуй теперь, блядь. У меня была девчонка, которая мне один раз так заехала в морду, блядь, просто, знаешь, ну, в разгаре процесса, мне хорошо заехали в ебучку. Я не понял, что произошло. Я такой, вообще. Она с кулака или хотя бы ладошкой? Ну вот этой частью, причем очень хорошо приложился. Я такой, типа. И такой, блять, я кончил. Нет, я не понял, что произошло. И у меня сразу говорит. Любовь. И не понял, типа, что это? Типа, ну, у меня сразу 50 тысяч мыслей. И у меня немножко вопрос появился. Знаешь, одно слово я сказал, знаешь, Кося? Попробуй тогда, сколько слово я сказал.
Ебанутая? Я тебя люблю. Ебанутая, а что? Выскочим. Что? Выскочим. А, типа, реально? Я не понял, что происходит. Говорю, выскочим. Бля. А скажи, как интонация очень четко, как ты это произносишь. Ну, я типа, я помню, я ебатую, типа, что, выскочим, что? Я понял, ты типа в агрессию воспринял, да? Ну да, да. Жесть. Ну это, ну типа понятно, если тебя пиздят, ты сразу вот это вот. Нет, меня когда все раз пиздили, я... Я же говорю, вот когда на меня напали тогда на районе, то есть у меня тоже вот это вот пошло, я так понимаю, как это... Не синдром был уже, это хуйня, а состояние эффекта. Я за чуваком на каблуках погналась с баллончиком. Угу, и пиздец. Понимаешь, это пиздец, то есть я опускаю баллончик, а он идет на меня. А из-за того, что я была выпившая, при том, что я была почти трезвая, но из-за того, что вот на меня напали, эмоции, о, это пиздец. Сейчас всем подскажу, я на себе испытывал около 5-6 баллончиков. Различных. На лице? А, да, различные, то есть газовые были, перцовки. Вот и вагин на лице используешь, а он баллончик. Да, и типа, да, и фишка, да, в том, что самый пиздатый, а что баллончик, ты имеешь, особенно, ты... говорю, девчонкам, шпага. Покупайте шпагу, они лицензированные. Шпага, самый пиздатый, струйный перцовый баллончик шпага. Минимум агрессии, все охуенно работает. Все тыкать начну. Ну, она очень вкусно пахнет, ребят. Спасибо. Просто сидишь возле нее и думаешь, еб там масло. Феромоны. Я думаю, да, с кем пойти на балкон покурить, я вообще думаю. Что еще? С кем пойти на балкон покурить? Но я ж не курю. Схавай ее, да, блядь. Ты сам идешь. Пиздец. Схавай ее? Не, ребят. Иду, я с нормально в дружеских отношениях. Я наоборот. Иду сам, сами. Мы осуждаем каннибализм. Ну, типа, она симпатичная, но мне кажется, ну я не знаю, ну, типа, вот для секса ты бы мне подошла, а для отношений нет. Ну, типа... Ну, потому что ты любишь скромных, а я не скромный. Ну, я не столько скромных, но окей. Ту деятельность, которую я делаю, да, я приглашаю... Я считаю, что это среднее, мне настолько легко с девушками общаться, ты понимаешь? Ну, типа, я человек слова, я если говорю там, то я так и делаю. И... Ты просто экстраверт прям такой. Смотри, и мне очень легко общаться с девушками. Очень легко. Гвин, беги. Шаверма, блядь, что ты пиздишь там, уебище, блядь. Ребята, идея, игра на выпивание. Шаверма, красава, брат, блядь, писец. Ребят, шаверма, красава, молодец, держится. Без такой на позитиве вчера. Ребята, игра на выпивание. Пьете каждый раз, когда Камик говорит, я хорошо общаюсь. Бля, Камик, я так тебе думал, когда узнал шаверму на вас, пиздец. Да, слушай, Артур Картман, блядь, все. Мы прям все вместе у Сани эту историю чекали, блин. Но Фил красава, он не боится, он не боялся. Он был уверен, короче, и все нормально. Мне сказали, что меня хотел, блядь, шаверму. Да. Не, там нормально. Главное, все, операцию сделали. Там моему отцу делали тоже операцию. Здорово, Сёр. Норм мужик, какой он же секстраверт. Нет, я не секстраверт, я просто открытый очень. Ну так это и есть, ты экстраверт. Ты очень сильный, наверное, не, экстраверт. Не, секстраверт, Сёр говорит. Блядь, спасибо за саб шавермы. Спасибо. Спасибо большое. Не, вот я без шуток говорю, типа, мне очень легко. И понимаешь, вот возле меня должна быть такая девушка, которая вот это все будет. То есть общение с девушками я не перешагну. Вот это, блядь, поцелую и еще что-то. Ну ладно, там, блядь, на стриме можно в щечку. Да. Я не перешагну, 15 лет. Причем назад... тут парни? Я не парень. Ну, я года мужчина. 4 назад, 5, да, лет 5 назад был, я был, блядь, да, парнем. Пацанчиком. А сейчас ты мужчина. Я понимаю. А у тебя же был кризис среднего возраста? Я понимаю, что? Я понимаю, почему так было. Я понимаю, я, блядь, самокритичный очень. Я дал себе фидбэк по той причине, почему я таким был. Что поменяло? Очень много я все поменял. То есть я могу себя называть, да. Ну ты считаешь себя верным. Конечно. У меня нету такого. Если, все они так говорят. Если моя девушка... Не, слушай, я тебе говорю, я открыто говорю. Смотри. Последние месяц полтора у меня было 3 девушки. Ваня, бананы, спасибо. Привет, подожди. Братан. Кукол. Я не школьница, я уже как не успеть? Вязала. Очередная школьница. Я, кстати, даже маму обеспечиваю. Чуть-чуть. Смотрите, я вот говорю... вот Картман, если бы вот Картмана приглашу, вот то, что я буду рассказывать, он будет прям бетон подтверждать. Он знает, что я его не обманываю. И все вот ситуации у меня жизненные. Я говорю, у меня было вот полторы месяца назад, вот, типа 3 девушки. Я одна не может, блядь, я второй звоню, и третий. Я хочу удовлетворить свою нужду, понимаешь? Да. Вот. Ну, блядь, после вот этих губ, вот эти, блядь, номер скинула, блядь, и написал. Мне так все осточертило, мне надоели они, серьезно. Как ты фильтруешь девушек? Я хочу, я, блядь, сейчас вручную работаю, во-первых. А во-вторых, мне просто надоело. Коробка-автомат? Автомат, да.
Коробка на масле. Ничего. Чувствую себя как дома, все нормально. Ну если, да, если, как дома. Если что-то побьешь, не переживай. Шаверный, дядька, здоровье самое главное. Да, главное здоровье, все остальное приложится, и все будет нормально. Короче. Как ты там с ручками тоже так выпадаешь? Не, смотри, я говорю, то есть я не почувствовал в них свое. Я просто. Оно не по твоей жизни. Не, ну смотри. Мы нормально с ней общались, вот с которой с губами. Мы нормально с ней общались. Мы как бы. Типа я ее водил в кино, и, блядь, мы здесь там. Да, сердечки Филу, ребят. Мы и в кино ходили, и не знаю, сюда слушай, с подружкой она приходила, и злой, ну, не твое, короче, злой приходил. Да, мы, блядь, слушай, я меньше, блядь, стараюсь постель. Подожди, стой. Я меньше стараюсь в постели? Нет. Мы я получаем не оба удовольствия, понимаешь? И она мне такое заряжает, нихуя себе, бля. Мы что, в отношениях? Если бы мы были в отношениях, я бы сам ей дал. Я бы сам ей что-то предложил. Короче. Ну, такие дела. Вот, поэтому я спасибо и чат, если спасибо. Если ты вступаешь в отношения, ты прям так и говоришь. Фила, мне спасибо. Будь моей девушкой, да? Я тоже чат. Потому что, ну, типа, я часто слышу рассуждение, то зачем говорить фразу, давай встречаться, так все понятно, ну. Если вы ебетесь, ходите по киношкам. Она могла тоже так подумать, а ты так говоришь фразу, не, типа, давай не встречаться. Я ей сразу сказал. Я ей, вот именно, я сразу сказал, что, слушай, тут только, ну, я не почувствовал. Может, она тебя влюбилась, может быть, я, мне все равно. Мне вообще. Курила, меня, да, смотри, и у одной, блядь, там месячные, я вдруг другую вызванивал. Сейчас никого нету. Сейчас мне никого нету. Знаешь почему? Потому что я одну девушку встретил, очень близкую мне вот по общению. И я от всего этого отказался, ну, потому что вот завтра пойду с ней, да. Пойду поужинаю. Это та, которую ты мне показывал? Не. Не знаю. Нахрен это стоит. Да. Короче, смотри, Саня, что ты ржешь, бля? Подождите, чат. Не, подожди. Как вы? Я к тебе говорю, что сейчас вот так я клянусь. Да. Сигареты. Насколько это, блядь, очень важный социальный инструмент? Да. Сигареты? Вот если бы, да, если бы она сейчас курила, мы пошли бы с ней на балкон и перекурили бы. Я пообщаюсь. А я всегда хожу, типа, за компанию. Не, я, конечно, часто тот человек, который сумки держит. Пошли за компанию перекурим сейчас. Можем. Ну, пошли. Так, ребят, блядь, давайте без ссылок. Ну что вы, блядь, делаете, блядь? Подичка, нахуй. Термачок сейчас ебану, блядь, серьезно, это уже не смешно. Дай другим людям, блядь, позадавать вопросы и пообщаться. Да, я вас там. Короче, да. У меня. Короче, это все на один раз у меня, да. Здорово, чат. Так, тебе спасибо, но от твоего кринжа давление поднялось. Спасибо, блядь. Блядь, ну какого кринжа, Фил? Это, блядь, просто открытость. Максимальная открытость. Я не знаю, ну почему. Вот я очень люблю смотреть со стороны. Я хорошо, так сказать, воспринимаю все со стороны. Очень видно вот эти вот. Да. 2:30 сидим вместе, привет. Здорово. Гвин шарит. Да, кстати, Гвин шарит. Ну, пошел, вот, кадрить. А злой уже в пролете получается. А кто первее, понимаете? Это как оно называется? Оно называется, кто раньше встает, тому Бог дает, да. Нужно было притвориться забытым челиком, и она бы захотела тебя задоминировать в постели. Нет, не надо. Я не буду кем-то другим, я всегда один. Я говорю, мне не хватает какого-то, типа, я чувствую с девушками вообще себя очень открыто. В плане то, что мне интересна девушка, и я просто подойду познакомлюсь. И со стримом, и без стрима. Вот то, что я делаю, типа, на IRL стримах, когда знакомлюсь. Даже Пукич этот говорил, что хочет постримить. Ну, Пукич, Silvername. Кореш хочет постримить, типа, со мной. Потому что, ну, я не знаю, может быть, чего-то научится. Вот когда в Москву поедем, я думаю, там на неделе три стримов будет. Именно по раскрепощению, вот к девушкам подкаты. Я не знаю, у меня очень... Я их будто понимаю, понимаете? У меня такое, так сказать, такие мысли есть, что я их реально понимаю. Пукич, да. И, ну, мне легко дается. И, понимаете, вот какая девушка должна быть рядом со мной?
чтобы вот это ей вообще не ебало. Она настолько должна быть самоуверена, что она должна понимать, она настолько должна знать себе цену, что она, блядь, вот типа на нее посмотрит и скажет, блядь, ты пиздец, похуй, иди, блядь, иди вообще по похуй. Типа, она должна вообще, ну, чтобы мне не ебать за это мозг. Потому что я верный. Я когда говорю что-то, то я говорю правильно, прямо. А к парню подкатить? Ну, дядь, ну я ж, ну, к парню могу подкатить, ну какая разница? Ты ж знаешь, что, типа, это в рофл будет все равно. То есть к злому могу подкатить, Картман, да кому хочешь, бля. Тебе нужен парень? Да не нужен мне парень, мне девушка нужна. Кореш и так умеет, у него вафом. Да вафом у меня, дядь, вафом это, я понимаю, кто это. Я знаю, кто это. Я ее давно уже зацепил. Посоветуй. Говорит, что ей очень нравится сосать мой член замуж. Ну, не знаю, а по остальные качества. Остальные качества, как она воспринимает все. Дай посоветуй совет по кукин. Кунину? Кунику? Какому кунику, не понял. Это что за куник? Есть, ребят, есть фильм... Как стать мужчиной или как быть мужчиной? Вот, там очень интересный урок по кунилингусу. Оуэн, спасибо большое за саб, здорово. Самый молодой и старый. Здорово, здорово, брат. Здорово, спасибо. С в чат, ребят. С, да, пожалуйста, жабку в чат накидайте. Качество все топ. Я понял. Не, ну я говорю по факту. Ребят, а что, качество 1080 не появилось таки? Бля, почему у меня 720 качество? 1080 появилось сейчас или нет? А, вот. Я битрейт снизил, 1080 качество. Круто. Появилось качество. Сюда качество. Да-да-да, отлично, отлично, отлично. Супер. Просто есть какой-то степень открытости, и это все, поверьте, ребят, это все пошагово приобретается. Я вас как бы, ну вот, даже мы смотрим какой-то трэш, вот эту передачу... Кохание на выживание. Это видно со стороны. Я вижу, как со своей стороны и хочу вам передать так, какой-то опыт. И все. Это не открытость, блядь. Если вы пендрожи, просто путы и без... Так вот именно, что я не выпендриваюсь, чел. Я не выпендриваюсь. Почему какие-то личности, качества. Вот из-за этого что-то просто попытка повыебываться. Искренне... Не, так вот именно я не выебываюсь. Вот именно, чел, я не выебываюсь. Я такой человек, который, вот, блядь, вот мне легко дается, супер легко дается общение с девушками. Я могу привести сюда любую. Я могу, подход найти к любой девушке. Поверь, блядь. Поверь, у меня есть девушки, короче, я перееду на новую хату, я приведу девушек, у которых по 100, по 150, по 200к, блядь, в инсте, нахуй. Которые модели, блядь. Я вообще им ни копейки не заплачу. Я просто умею, бля, у меня есть... Поэтому ты холост. Вот именно, что я не могу найти такой, которая бы понимала вот эту всю движуху. А мне эта движуха нравится. Я хочу в этом плане расти. Вот и все. Как тебе, Настюха? Без обид про ноунеймов. Да нет, забей. Настюха? А, Настя классная девочка. Ну, я говорю, она мне не вывезет просто. Мне кажется, она на каком-то моменте, ну, типа, такое. Я не выебываюсь, вот именно. Блять, ну, мой чат знает. Вы просто новенькие и думаете, что я, блядь, как-то делаю все на показуху. А на самом деле нет, я такой человек. Михалину звал. Мы недавно, вот в записях стримах есть Михалина, можете посмотреть. Короче, ты такое. Сейчас не передаю. Я даже, ребят, не оправдываю. Я такой человек. И что вы там, блядь, поковалились? До чего договорились? А? Ой-ой-ой, Вин там, блядь, этот стульчик и подал так красиво. Спасибо. Умеет ухаживать. Вот это... Не, это очень жестко. Я тебе так скажу. Не, это не стеснительно, это очень жестко. Вруби ОБС. Что? ОБС вруби. Это очень жестко. Вы видели, как он поухаживал за ней? Вот так вот. Ну и что? Ты привел ее в мои руки. Ты же понимаешь, что со мной тут не потягаться тебе. Камик, конечно. Это же моя квартира. Камик, 100%. Да я шучу. Я тебе... Брат, я просто знаю, что... Ну вот, типа, понимаешь, она... Не то, что она мне не потянет. Она просто... Она офигенная девочка, я вижу. Но она вот должна принадлежать другому. Ты просто недостаточно меня узнала. Нет, я просто... Просто чувствую. Нет, ты поверь, я свои способности знаю. Я думаю, что ты их просто не потянешь. 24, это же все не просто так, да?
Короче, и еще что-то не потянешь. Ну, кулак в рот я могу засунуть. Но я не покажу. Хорошо. Не, ну подожди, ты... Не, ну, возможно, ртом ты потянешь, а там больно будет. И что будем делать тогда? Ну, да. Так не в этом дело. Смотри. Ну, я тебе... Ля, я видела фотку, типа, резиновая вагина в вагине. Ты прикольная девушка. Ну, вот я чувствую, что ты не для меня. В плане то, что, типа, у нас может быть и секс, но... Ты не разбил сердце. Ну, только на постоянной основе, и все. Вот. А, когда я найду свое, я очень переключу. Поэтому, я не однодневочка, смотри, есть уже гвин, спасибо. Смотри, есть гвин, которому я вообще, понимаешь, вот этот человек, это хорошие руки. Он тебя возьмет вот так вот, как я тебя брал, слышишь, что засветил твою. Как баскетбольный мяч. Да, не, он тебя возьмет вот так вот. Ты хотела бы с таким мужчиной просыпаться утром? Для меня это такой формат мужчины слишком кажется агрессивным. Какой? Проще встречаться с мужчиной, который ты понимаешь, подожди, что ты его заломаешь. Подожди, он же добрый. Он офигенный чел. Ночью его комар укусит, такой, блядь, на тебе, случайно. Не, ну подожди, ну смотри, ну он за тебя и двор расстреляет в упор. Ну в смысле, осуждаем, да. Нет, имею в виду, он за тебя просто любую порвет. Он же добрый, он же офигенный чел. Ну, у меня друзей плохих нету, серьезно. Я вот готов вот такую принцессу нужно, Насте нужно отдать в хорошие руки. Отдать в хорошие руки, да. Ну я просто с тобой свое будущее не вижу, понимаешь? Ну, максимум в постели и все. Ты же понимаешь, что я откровенно это говорю. Она думает, я играю, блядь. Ребят, когда я играю, блядь, когда я включаюсь. Но сейчас я абсолютно прямо это говорю, да. Все, музыка закончилась. Я не знаю, что на это ответить, кроме того, как расплакаться. Поэтому я для братишек вообще изи. Я могу... Но мы можем остаться друзьями. Друзьями? Ну, конечно. Ну, слушай, нет, смотри. Если ты с кем-то будешь мутить из моих друзей... Я постараюсь не делать. И вы разойдетесь, мы никогда с тобой друзьями не будем. Это принцип железный. Я никогда в такие отношения не то что не полезу, но если даже ты... Даже дружить не будешь, если она... Ну, но слушай, я понимаю, уже у женщин есть такая хрень, они не просто так все делают. То есть, если у меня есть друг, у нее есть девушка, они расходятся, и она начинает заливать ко мне. Ну, или просто писать. Они не просто так, ребят, они... Запомните, девушки никогда не делают что-то просто так. Ну, если очень кратко, то я умею дружить. Вот. Все. Максимум, я бы просто поныла, бля, он там. Просто, вот, во-первых, ребята, не разменивайте никогда друзей на девушек. Это понятно. Раз. И. Да. Братву на сиськи не имею. Не, ну так при чем тут? Понятно. Просто есть как бы... Но у вас нет такого, вот в компании там, и в компании там приезжают девочки. Не то, что наедине там девочка, подружка твоя приехала, вы там что-то так делаете. Винцо попиваете. То есть нет такого, что кто-то в компании разошелся, но все равно они нормально общаются. И они это неуважение, здесь. Смотри. Если в ту же компанию камень, брать... Камень. То... Давай тему скипнем, чтобы я сейчас не начал расширивать камень. Хорошо. Давай скипнем. Просто, это просто некрасиво, понимаешь? Ну вот у Гвина девушка была бы, и типа, и она начинает проявлять, разошлась с ними, начинает проявлять интерес ко мне. То есть ты уверена, что любая девушка, которая расстается, представляешь, что он будет думать ко мне? Нет, он вообще бы, блядь. Нет, знаешь почему? Потому что, типа, во-первых, если в теории, допустим, такая бы вероятность была бы, да, типа, ну, предъявы были бы к чувихе, а не к тебе. Мы возвращаемся к тому, что девушки выбирают. Да. Причем тут ты? Так какая разница, это неприятно другу твоему было бы. Но... Ну, смотри, это у него же, понимаешь, они разошлись, они любили друг друга, вот разошлись. Ты понимаешь, он в моем сердце еще, блядь, болит, не зажило вот это все, он еще не отошел. Она тупо переключается. Вот, Сань, они делают очень много с выгодой. Очень много с выгодой. Сань, это от случая к случаю. От случая к случаю, как я скажу. Я у тебя просто постремаю. Ну, по крайней мере, смотри, со мной такое не прокатит. То есть я, ну, то есть у меня есть друзья, которые мои... Извинись. Саня, извинись. Что извинись? Просто искренне извинись. Извинись. Все.
Это как оно? Хейли, включаем трек, и сейчас чат начнет плакать и писать извинения. Почему у нас норм ФПС, а у тебя как хуета? У кого? У тебя ФПС хуёвый. У тебя ФПС хуёвый. У меня ФПС хуёвый. Там написали. Не, у меня идеальный ФПС. 60. Тук-тук. Распальцовочка. For this life I cannot change. Hidden hill. Deep of his main. Почему Экраники Настя норм ФПС? Так, вот и Инстаграм Винского подъехал. Да, слушай, ну я просто, видишь, я просто, ну, у меня слишком много нужно кадров, чтобы меня отрисовать, поэтому у меня ФПС ниже. А, да? Я понял. Drop it up, да, drop it up, ребят. Drop the top. Drop the top. Вот. Какие дела? А что, ты понимаешь, что снова подписочки я один, полетели. Я, что еще? Снова я один пью, блядь. Не, а чё? О, боже, я... Пиши лимонадик, ты когда хочешь, тогда и сёрваешь. Да? Ну, бля, охуенно, кстати, да? Да. А лимонадик просто вкусный, да? Это грейпфрутовый. Клюквенный еще прикольный. Спасибо, ребят, за донатики. Бананы, да, спасибо большое, спасибо за щедрость, спасибо. Дурачок, что за дивуля? Это Алинорка, да. Это Алинорка... Какая норка у тебя? Начинающая стримерша. Начинающая нора, блядь, да. Нора, да? А можно эту норку отведать? Кринж или нет? А можно голосовой эту норку отведать? Блядь, ну не надо так сокращать. Боже, если бы я как-то не додумала, что так будут сокращать, и в другой никнейм себе, блядь, придумала. Вот так вот, норочка. Сюда, норочка. Да, такие дела. Чё, будем закругляться по чуть-чуть? А ты класс пишешь? Да нет, хотел этот, как оно называется? Не, ну закругляться на стриме. Блядь, там, ну, типа, включался. Здесь еще... Ты с Тремор Байм еще посидел? Что-что? Ну, типа, не расходишь? Не, конечно, конечно. Ну, я так имею в виду, по чуть-чуть, там на вопросики какие-то поотвечаем сейчас, ребят, вот давайте вы будете на вопросики ей, задавать ей вопросики, давай рейд камику, конечно, уже рейд камику, ну да, тебе будут вопросики задавать, а ты будешь отвечать их просто, вот, а я чуть-чуть, пельмешка, другую ссылочку готовь. Мы сейчас на лайв-дилере пойдем. Будет ли кухание на выживание? Кухание на выживание, ребят, не знаю. Сколько сейчас времени? Я не знаю, или собираемся мы сегодня. А где этот, обожаю вот это вот, как оно называется. Вот оно, да. Прикиньте, через 10 лет встретить на улице лысого камика, который до сих пор пытается выжать соки со своих. Ага, да. Пельмешка, поменяй на... Ладно, я сам поменяю. Ну, вы сейчас будете, ребят, задавать вопросики, она будет вам отвечать. А я чуть-чуть поазартничаю. 7! Добираем, по-любому добираем. Алло, сюда 7. Открой чат. 15. Что? Направо чат. Правее. Сколько сантиметров для меня нормально? Да, сколько сантиметров? 3.5 пойдет, знаешь, вот этот, блядь, как... Ну, маленький хуёк в пизде королёк? Да. Маленький хуёк в пизде королёк. Бля, если десятка, то мы проиграем, ребят. Если десяточка, то мы проиграем. Размер ничего не знаю. Король. Тебе дед по настойчивости от 0 до 10. Кто-то перебрал, блядь. Ну, он очень настойчивый, прям 9 из 10. Я реально вот тебя прям сравниваю с тем чуваком, который пытался меня на секс развести ради роли ведущей. Жесть. Там... причем, понимаешь, у него одна девочка. Кто играет Блэк Джек, ребят? Я, кстати, вам. Там, знаешь, подожди. Там сначала секс, потом ведущая. Здесь наоборот, сначала секс, понимаешь? Так одна девочка на него повелась. Думала, что станет ведущей, и по итогу родила, блядь, от него. 18-летний, я ее вживую видела, это пиздец. Ну, опять-таки, ну. Дама, сюда. Петус давай. Туда говно. Маска. Девятка. Слушай, ну это даже соглашаешься, на такую движуху все равно нужно иметь мозги, чтобы процесс работы. Ну вот она встреча. Ну, знаешь, значит так. Еще. Да. Там девятка. По длинный камик, где так? Где злой? Раб, ты же понимаешь, что ты понимаешь. Да, это интеграция, ребята. Пельмешка, поспам, чтобы ребята зашли, зарегистрировали. Я сейчас, ребят, ох, ебать, 21, сюда 21, блядь! Сюда 21, блядь, ебать, девятка залетела, ты прикинь? О. Сюда девятка.
Короче, пельмешка, про спам, пожалуйста, Настя, вот этот, чтобы по ревке зашли, зарегистрировать. Ребят, вы получите 50 монеток, да. Я сегодня еще вот сюда вот заходите, смотрите. Смотрите, вот сюда вот заходите. Кошелек. Кошелек нажимаете. Вот здесь вот, подождите. Бонусы. Не, подожди. Это в профиль. Профиль, да. Здесь у вас есть. Подожди, а как раздавать? Подожди, не туда зашел. Я не туда зашел. Перевод, вот. Ваш уникальный ID вот здесь вот будет. Вы нажимаете на кошелек, перевод и ваш уникальный ID. Я скажу вам, вы начнете спамить, и я раздам монетки вам. Раздам вам монетки. Хорош, четверка, блядь. Четверка. Ну тут стопаем. Зарегайтесь по ссылке, получите 50 монеток, вот. И я вам еще монетки раздам. Здесь есть интересные вот, как они называются, игрушки. Вот. Поазартничать чуть-чуть. Удачи тебе, Бубы. Ну, не хотите монеток, пожалуйста. Если вот это вот. Так, давай, ты чат читай. Да, Дед, удачи тебе. Спасибо, удача пригодится. Мы сейчас обсуждали просто, что в детстве оба любили вот эти, знаете, игровые автоматы, там, где рукой опускаешься и эти... А, да, прикольно. Я как-то с первого раза выиграла. А ты видел, Хесус играет тоже на такой же игре? Нет, на японской там хуйня какой-то... Да, а кому? Он игрушки кому-то передает? А я не шарю. Девятка. Давай, 10 и 10, смотри. Блять, хреново. Что, десятка и не четыре. Валет, да, это 21. Ну ладно, мы проиграли, да. Нормально. Сейчас 500 ставим. Зайдите, говорю, вот это вот... Пельмешка, трудист. Смотрите, тут еще... Сейчас я покажу, какие игры есть на этом сайте. Вот, вы можете, так сказать... зайти зарегаться. Через ВК просто зайти и все. Вот здесь заходил. Бонусы есть, смотрите. Да. Вы можете получить 15 монет раз в день. Долго, нажимаете вот получить. И блядь, каждый этот... Ведьмака второй прошла. Одну монету каждые 5 минут. Ой, хорош, 20-ка. А там что? Там дама. Оставить. Сериал смотрела, пробовала книги начинать по Ведьмаку читать. Но, блядь, столько персонажей, мне в голове все путается. Ведьмак, понимаешь, типа... Проблемы. Настя, стрим будет сегодня? Я пока домой приеду. Она, да, скорее всего, не будет, да? Ну, не знаю. Пока ее не отпускаем, да. Мама с берушами спит каждый день. Я приучаю, что, потому что, ну, блин, захочу, не захочу, стримить. Как мама тренирует, если мы с камиком приедем? Не, мама нормальная, мама. У меня у мамы вообще очень открытый, толерантный. Дед не маньяк, алло. Дед не маньяк. Накормит еще такая, Настя, да принеси там, да? Вот еще еды, вот это, знаешь, да. Интересно, кто с ним познакомится, не знаю, как так разрекламировала маму, что я в чат сам, я... А, да? Хорошо, я добавлю. Как далеко сюда живешь? Petchemods. Напиши мне в ВК, водичка. Относительно. 14, все, мы выиграли. Сюда 1000 рублей, блядь. Хорош. Не скасай. А где ты живешь? Ну где-то 170 гривен на такси. Я 300 поставлю. Говорю, сейчас, ребята, я поиграю чуть-чуть и раздам вам монетки, покажу еще, какие на этом сайте есть игры. Какие есть на этом сайте игры. И раздам вам. 4. 7, давай. 7. Десятка. Мы оставляем. Ну, здесь нет, я знаю, в Петербурге пиздатый бар есть, в Москве есть пиздатый бар, где есть. Прям жесткий. У меня, короче, знакомый там бухерил в одном из самых дешпанских клубов. Он там работал, ну и бухерил. И, короче, как-то бухает, видит, блядь, Гена Букин, актер там. Он еще там занервничал, злой, типа, блядь, говорю. Это он, блядь, реально, прикинь, блядь, блядь, бухов, ну, да, блядь, да, Гена, злой в Харьков просто. Уехал, если есть профы, есть фотки. Не, ну это, блин, я знаю. Оказывается, он в Киев приезжал. Так, там, десятка? Блять, и десятка. В Киеве будут встретить. Я в Петербурге мы увидели. Лепса видели. О! Бузу увидели. Ничего себе. Да, а Буза, где нашел ее инстаграм по себе? Там, где ее нет. Место. Зайдите, пельмешка, проспам ссылочку, пусть перейдут, зарегистрируются. Ну, говорю, ребят, вот знаешь, там вот, где я говорил, сейчас я буду раздавать монетки, ваш код знаешь, вот этот нужен. Сейчас для молодежи. Да. Вот этот кошелек нажимаете, там, перевод, и вот здесь вот это ваш уникальный нот, код скопировано, и в чате будет вставлять его. 18. Я зашла поссать в Макдональдс. А он там такой, привет. Только не десятка там, пожалуйста. Только не десятка. У меня занято. Вот они слева направо. Привет, бро, водичка, пельмешка, V25, Black. Он только вставлял на пике популярности этим. Расово, а тебя там нет. Это сейчас уже мы, я даже не знаю. Ну, тебя там нет. Знаешь, как бы он все равно шел, ну, да. Историю, да, все. Да,
Там 21. Там 21, да, ебать или? Инспамили. Ты лучше перейди этот, по ссылочке зарегайся, братик. Я сейчас буду монетки вам раздавать. Алло, сейчас, сейчас мы выигрываем. Смотрите, сейчас мы выигрываем. Я покажу, какие еще есть здесь игры на этом сайте. Дама, сюда дама. Ну. Блять, ну десятку. Ну ёпта мать, ну какая семерка. Сейчас себе десятку положу. Давай пятерку и десятку потом. Что ты думаешь, я выиграю, нет? Я с Михалиной, слышишь? С 2000, блядь, до десятки поднялся. Ебать, она просто везучая такая. У тебя шансов очень мало. Ну ты везучий человек, шансов поэтому... Шансов мало, пойдет. Типа, она даже если восьмерку вытаскивает, типа, она от добора идет, может... Не-не-не, тут добора нельзя да, делать, 17. Ну там десятка, смотри, блядь. Семерка, ой, хорошо. Да, это нища. Хорошо, да, это нища. Значит, ставлю 700, 500 и 200. Сюда 200. Сейчас 700 выиграешь. Ты веришь, выиграешь? Ты веришь, выиграешь? Да, потому что ты везучая. Сейчас будет 7 плюс 4, и я удваиваю, и, блядь, и x3 забираю. Смотри. Мне интересно, в чате кто ты считал, сколько раз у него руками, как он самоуверенный, как он пиздатый. И блэкджек. Смотри, валет и туз. Я же говорю, и туз, пожалуйста. И туз. Туз. Что он охуенный выпивает. Ёпта масса, какой это. Да. 6 раз делать, и когда бинго, знаешь, там выпивает. Пацаны, кинули дома. Немножко пошел. Если сидишь на стриме, то же не надо. Пиздец. Какая двойка? Ну посмотри, блядь, дай сюда туза, блэкджек закроется и все, и выебал его, блядь, батом. Зачем ты добираешь? Бля, ну тут нельзя было хиты. Там хиты... Шестерка, давай шестерка. Хорош! И десятка! Пошел нахуй! Ой, блядь. Твои соседи вообще... Ты им платишь? Не, я, блядь, я еще колонку сюда возьму. Короче, ставлю овы. Я уин поставил. 866 рублей, ребят. Сейчас буду депать. Да, пацанам раздать монетки. Че, стримхаус мутим? Сейчас, пацаны, anyway, короче, я вам раздам монетки и говорю, зарегайтесь, перейдите в эту... Король, и туз. Не ему туз. Нет, туз сюда. Десятка, хорошо. Хорошо, смотрите, что здесь. Блять, я не могу раздвоить. Я в понедельник с утра уже просто... Я не могу удвоить, ёпта масло. Досуг, но это вообще не клубный человек. Если тут тройка, тут надо было разделять. У меня досуг, в основном это в компании, у многих есть свои квартиры. Надо было разделять. Просто, пошли, я после время смешу хуйню. Не сдавайся. Нет, нет такое, зачем мне сердце завоевать, если я чувствую, это что мы только можем быть секс-партнерами и все. Но я по факту говорю, ребят. А друзьями? Ну, друзьями тоже можем. Хорошо. Если захочешь секс, обращайся. Но только если я буду не в отношениях, слушай. Это, не, это нельзя. Хорошо, я тебя сразу потеряю, серьезно. Камик, я хочу секса. Смотрите, это плюс, смотрите. Кто хитал, блядь? Что за тупил хитал? А че он, зачем хитать? Сейчас выигрываю, ребят. Тут двадцатка, тут не проиграть. Говорю, сейчас мы пойдем вот сюда вот. На краш и на дабл. Вот я открыл ссылочки. Просто перейдите, зарегайтесь по ссылочке. Получите 50 монеток. И плюс я вам еще раз дам. И джекпот, кстати, мы вот эти вот три игры посмотрим. Вот, говорю, в кошелек заходите, нажимаете перевод. И вот здесь вот, когда зарегистрируете через ВК, вот это ваш уникальный. Я скажу, вы начнете спамить. 1700, блядь, сюда, кто говорил минус? Смотри дальше. Я сейчас 500 ставлю. 500. 600 поставлю. 9 чи 10, 9 чи 10. Баба. Глухая, не чує критерия. Баба. Не глухає, як критерія, да. Відродить. У нього хуй стоїть, в будь-якому випадку баба пригне того, звісно. Бля, не знаю, наскільки, у мене в нікнеймі нет ні букви, шестерку, ні Т, шестерку, ні букви, шестерку. ні Б. Чому у мене постійно шестерку коверкав? Блядь, не знаю. Блядь. Хреново. А тот, кто... Да, вот этот номер попозже, я скажу вам, когда спамит, ребят, я раздам монетки. А тот, кто выиграет больше всего, он получит твои нюцы? Нюцы? Не, мои нюцы только... Слушай, я нюцы скидываю, если ты скинешь нюцы. А. Я тебе могу пруфануть. А давай на Юзефа. Кто... На Юзефа? Но подожди, но если ты скидываешь, значит я тоже скидываю. Ну, то есть, но девочкам ты всегда только никогда первый не скидывал. Не, конечно. Типа, это... Блять, можно тоже расскажу? Но дальше меня оно не заходит, понимаешь? Оно всегда остается мое. Я поняла. У меня, короче, была тупая ситуация, с подружками встретилась. Не. Блядь, ну какой король, блядь? У него короли пиковые еще. Короче. Камень, да, Оуэн? Давай, Оуэн. Поехали, Оуэн сейчас.
11.33, вот это красивая цифра. Да, слушай. Я встречалась с мальчиком, у него было мало фоток, а я с подружками гуляю, они просят, ну покажи его фотку. Я ему пишу, скинь свою фотку, ну имею в виду ебало. Угу. Ну мы такие сидим, и он скидывает свой хуй. Блять, я не это имела в виду. Блять, и ты испалила хуй этой девушки? Я не помню, они там прям увидели или нет, но я заржала дико с этого. Какой тушь, блять, ну что за хуйня? У меня шанс на перебор есть. Да, шанс. Главное, чтобы там не десятка. Сейчас даже он не вскроет, он даже не будет давать добор, если там десятка. Типа картинка, либо десятка. Это сейчас страховка идет, кто-то страхует, кто-то нет. Нет, там не, потому что нет. Там есть, блядь, иди нахуй просто. Так, ладно. Ну, подружка как-то член своего парня так запалила, она мне показала какие-то свои фотки, такая листает, листает, такая, ой. Так, а ну подожди. Я угораю тоже. Сейчас, guys. Что это? Сейчас, guys. Карту запоминают. Забудьте карту, алло. Сейчас мы продолжим. Сейчас подождите, сейчас мы отыграемся. Я сейчас монетки еще раз дам. Один мой донатер наслал на меня вот это вот фейковые вот эти рассылку сообщений. И мне приходилось сообщение, вас пытаются взломать, там, твич, ваши эти. Ну, я немножко пересрала. Завтра, ребят, вечером, кстати, с Андой Миллиом будем играть на Покерстарсе на этот, как оно называется? Ты в один не писал. За $215, да. Не, он не писал. Сейчас после стрима все. Да. Там они в конфу что-то кинули. Так, сейчас, ребят, пополняю. Сейчас я отыграю, блядь, вот эту всю фигню. Сейчас, блядь, я верну нахуй свои бабки. Так, все, сюда бабки. Да, да. Где можно носик попрыгать? Справа, вот, сразу. Да. Так, вон деньги зашли. Так, окей, погнали, погнали, все. Где-то, блядь, уёбище, короче, которое меня раздуло. Вот здесь вот, ребят, по ссылочке переходим, пельмешечка, по спам ссылочку. Вот. Я сейчас покажу. Ладно, давайте сначала вот эти вот. И вот этот код вы должны, ваш уникальный ID, будете скидывать в чат, я вам раздам монетки. Так, крашик давайте, блядь. Жалочку нажми, блядь, внизу. Так, хорошо. Давай сколько? Это 300 рублей, правильно? Коэффициент 1,5. 1.5. Мне больше блэкджек нравится. Знаешь, мне больше блэкджек. Что? Они драконов убили. Да, драконы прикольные. Я думал, знаешь, типа, есть расширение на Twitch, которое позволяет ребятам клацать на экран, и ты видишь, куда они клацают. А сколько ты поставил? Сюда, полторашечка, блядь. Сюда зашла, блядь. Сейчас еще раз такую же ставку делаем на полторашечку. 333 рубля поставил, 499 вывел. Сюда, блядь. Так, давай еще раз на полтора. Думаешь, верить будет? Не, полторашка изи будет. Надо же краши, и после краши надо... А вот это вот, кстати, ребят, не, вот этот джекпот, кстати, вот здесь вот можно вместе с вами поиграть, но вот знаете, что мне нравится? Вот этот дабл нравится. У меня здесь есть спец... Что такое? Подождите, я что, проиграл? 1.11, иди нахуй. Короче, вот здесь вот, ребят, смотрите, что я делаю. Ставлю, короче, вот такую вот сумму и ставлю два раза сюда и один раз на желтое. Типа, если желтое выпадает, я назад деньги возвращаю, а если черное, то я просто удваиваю. То есть, дорабатываю тысячу. У меня рука начала без работать. Да? Да. Черное, сюда! Видишь? 1111. Давай дальше. Блядь, слишком много черного. Сейчас зеленое или красное будет? Что думаешь, красное будет? Знаю. Посмотрим. Ладно. Еще зеленое будет. Надо хантить зеленое. Если красное, зеленое? По косарю хантить зеленое. Хорошо, сейчас зеленое может быть, да. Сейчас я раздам монетки, ребят. Не-не-не, черт. Желтое. Желтое вернули. Надо хантить сами. Хорошо, давай. По косарю сидит, косарь кидывай на зеленую и все. И косарь на красную может стоять. Давай, хорошо, на красную. Давай.
Сейчас мы вот эту бабу, которая... Так, вот это выключим. Вот эту бабу мы сейчас возьмем этот, как оно, король 9, да? Блять, это не хочу краш гейм, бля. Оно мне наебало два раза. А ну, что тут? Крутится, а ну. Давай. Блять, ну пиздец, почти... Краш! Сюда! Ебать красиво! А ты куда? Красный, сюда. Куда ты к моему прогнозу подсасываешься? Это мой смотри, прогноз, смотри, блядь. Смотри. Мы вот так вот ставим. Жестко, жестко. На, раз, два и три. Смотри, что делаем. У тебя котик есть? Смотри, что делаем. Котик? Сейчас, ребят, беру. Вы когда регистрируете, вам дают 50 монеток. 50 монеток сразу дают. А я сейчас вам еще денежки раздам, чтобы вы... Подожди, да. Анастасия, отдай. Черная. Куда? Какое красное? Давай поменяемся. Анастасия, сзади. Решил предупредить. Давай поменяемся, окей. Вот, типа, или там, а там тут, сука, злой. Ну, это ужасно. Бля, ну это дед азартный, ну что делаю? Завтра покер будет, говорю, вечером Sunday Miller. Ну, в инсте вся информация будет. Да жестко, да. Иди нахуй, посмотри, Вин, посмотри, она меня не ёбнет. Вин, красная, блядь, красная и зеленая. Вин, красная и зеленая. Ты поставил на зеленое? Нет. Я тебе сказал на зеленое, ставь старый, ты дурак, блядь. Подожди. Говорю, ханьте зеленое, хули ты не поставил на зеленое, камик, блядь. Пиздец. Камик, блядь. Александр, сука, блядь, этот, блядь. Бога ебаный, блядь. Так, уебище, давай. Уебище нахуя тебе нативная реклама Казиныча, когда висит баннер внизу, то хуй с ним, 99% игнорит это говно. Да, который умер, да. Да, Тубика, вот он пиздец на него похож. Тут тоже киевляне не были. Ну не киевляне, а украинцы, да. Но он пиздец на него похож, тебе знаешь, кто я? Я? На кого? На мопса. Я думаю, что уже поздно. Ну да. Такая урна, блядь. Не, ну блин, значит, мы еще наш здоровый типа вышел. И все. Так, подожди, я отыгрался. Сейчас будет очень много черных. Я верю, сейчас будет очень много черных. Сейчас 3-4 черные будут. Я просто по 555, блядь. Кто был новый игрок? Где, понятно? О, не, я говорю, хорошая кошка была очень. А. Сейчас, пельмешка. Сейчас я этот монетки раздам работягам, и все. И все. Давай вырубай уже, блядь, старый. Сюда. Подожди, сейчас отыграем. Селуху к бабушке пап стоял, там мама потом энергия оказалась на котором. Сейчас по 1000 монеток вам раздам, ребят. По 1000 монеток сейчас вам раздам. Ты что, на голубец? Я думал, уже все вернули. Кто не вернул? Сейчас монетки ждут. Монетки ждут. Дома держали, а на территории держали. Ну, тут кот на ногу. Да, дачный. Пробуй дома его держать. Был охуенный, знаешь, он был с смесью какой-то прям пушистый, рыжий был. Все хорош. Бабки на улице. Блядь, ты посмотри, что я делаю. Родятся котятки обязательно. Вин, ты посмотри, что я творю. Я до 20 тысяч слился. Камик лучше, камик, блядь. Смотри, еще раз. Камик просто, блядь. Все. Если сейчас черное, ребят, все, раздаю 1000. Pet Hemods. У меня нету такого, пельмешка, я добавлю. Напиши мне в ВК, чтобы я не забыл вот этот смайлик добавить в BTTV. Дайте еще. Давайте, ребят, вот этот код. Код берите, короче, вставляйте в чат, я буду сейчас раздавать. Черное. Сюда, блядь! Давайте, ребят, вот этот код, давайте. У меня в семье был свой код. Код назвали, он такой, он же был тоже с характером. Еще у него хвост был, как у свиньи запущен на бок, короче. Давайте код, короче, я вам буду отправлять. Он тоже максимально такой, знаешь, как сказать, вот как хочешь, так и будет. Так, вот этот, Parker Name, на. С характером. Слушай, ведь есть же вот первый, который, знаешь, там собака. ID пользователя есть, 1000 монеток. Ну, нельзя как-то называть. Поехали, на, раз. Давай, следующий. Следующий. У него знакомого... Блядь. Даже с ним. То есть любая животина домашняя, с ним всегда все равно нужна какая-то работа. Конечно. Есть. Кто еще? Передача «Адская кошка», там чувака вызывают, он все в квартире переделывает так, ну и с котом работает, чтобы было интересно. Так, давайте дальше. Давайте дальше. У кота нет места, где спрятаться, где поссать нормально, в наедине с собой, скажем так. Есть равно есть коты, знаешь, которые... Ну, подобрее, да. Характер, есть кот, который, знаешь, вот я... Давай, Рассел, на тебе. Вот есть другой кот у меня. Указан неверный получатель. Кошка как таракан. Он обсасывается везде. Аполло, на. Сейчас я раздам монетки. Так, только есть ядерный взрыв не переживет. Что еще? К сожалению, да. Немножко не тот вид. Вот.
Вот это Dream. Dream Dell. Dream Dell. На. У меня в детстве было очень жестко. Так, сейчас я вниз чат промотаю. О чем там Винс молодой общается? А я не знаю, а чего вы так тихо общаетесь, этот? Я монетку. Ну ты орешь. Да? Бля, это я тебе не переорешь. А у тебя своя тут движуха. А я включаюсь, бля, просто этот, так, на. Мы с Саней за свой заберскоре. Есть ты еще. Короче, еще кому? Он прыгает и вот так вот мне царапину здесь ставит. Так все нормально, все обошлось, я родителям напиздела, чтобы кота не выкинули, потому что это я когда-то веткой ударилась. Ну боже, это прям, то есть доли секунды я успела глаз закрыть, и вот тут царапина была. Да куча такого, мы когда в детстве послед с пульками, по-моему, были. Типа, ой, бля, ненавидела таких пацанов с пульками. Чепух сюда зашла, и мы такие, все, у нас после благодаря. Так, ребят, пишите по одному номеру, не надо контр-В дохуя раз писать. С пистонами. И кто уже получил, пожалуйста, не спамьте. Я ники хорошо запоминаю. Мне прикольно было. Я по тысяче вам раздам, Гарю. У меня не было такой, только куклы Барби. То есть у меня очень много конструктора было. Ну, машина там поменьше. Так, Клену. А ну иди сюда, Клену. Папа в итоге мне ее купил, знаешь? Ну, спамьте много. Я же скажу, сказал, я раздам. Для насоса. Типа, то есть пульт берешь от этой игрушки. Так, а ну секундочку. Давайте, блядь, вайв-дилера. Вайв-дилера. Сейчас поставим, ребят. Сейчас еще раз дам. Подождите. Все, не спамьте, не спамьте. Сейчас удвоим, да? На пульт управления, знаешь, о, вертолёт, да. 19, блядь, чё я а не зашёл? А у меня был такой самолет, типа, вы вот так запускаешь, типа, как сейчас, на рогатке. Сейчас, сейчас, резко уже попустил. Я в садике была просто мега из-за этого популярна, все мне этот самолетик просили, который а вот так. А пружинка флексили, типа, которая просто бенгом запускается. Такая, да, она лично путалась. У меня еще был Человек-паук, которого вот так запускаешь, и он вот так крутится, и только как фея какая-то. 7, 10, 10. Либо... Ой, такой и он, типа, 3, там в метро продавали еще часто. Да, и он, типа, проигран. Так, да, хорошо. Слетает. Я по-жёсткому пошёл. По-жёсткому. Да, ну я люблю по-жёсткому. А ты любишь по-жёстче, слышишь? А ты любишь, когда тебя... Ну, блядь, ну, чуть-чуть. Если, сука, с маски ну, нормально. Нет. Ну, так, ну, так, ну, я... Саня, бывает, Саня, такое, она любит сама, знаешь, когда да? Она, да. А я, короче, я говорю, я, блядь, было такое, что я прям по жопе, и, блядь, на утро было вот реально рука. Саня, троечку, дай троечку. Саня, у неё наоборот идёт, Саня, понимаешь? Два или три? Три! Хорош, смотри, смотри, видишь, что мы делаем. Винс, смотри, что мы делаем. Удвоить бесплатно, сейчас три косаря придет. Если десятку нам выдадут, десятку, просто дай нам десятку. Ты сейчас офигеешь, это короче. Если десятка будет, это жестко. Да, 10, 9. PC, знаешь, нет, типа. 10, 9, 8 хотя бы. 10, 9, 8, там двойка вообще всего лишь. Давай. Хорош! Ебать, три косаря сейчас заходит, смотри. Смотри, три косаря сейчас заходит. На телеке, который покупаем браслетики, 20. Последний шанс. Да, ебать, через 5 секунд три косаря не будет. Когда у вас 10-11, ребят, удваиваете. Так, я тихо отпускаю. Сейчас еще раз дам, сейчас еще раз дам. Вот приблизительно то же самое было, ребят, с Михалиной, вот без дрофа. С Михалиной то же самое было. К сожалению, это все. Сразу это... 5 и 6, давай шестерку. Не себе, а мне. Двойка. Прикол в том, что еще мой типаж, молоденькая девочка, русоволосая, это даже перекрасить меня, он очень плохо. Да, когда банят модерка слетает, камрадец, я думаю, напиши мне ВК, пожалуйста, я тебе, ну, типа, хуйню делаешь на самом деле. Всегда что-то подобное тебя, или там старого мужчину. Молоденьких девушек никогда не ищут. Камик, покер есть? А, покер даже есть? Покер мы завтра будем с Андой Миллиан играть. Да, да. 4, хорош. Еще, давай, 21. Наколдуй десяточку, давай, подурочку. Все, десятка сейчас будет. Ты веришь? Я верю. Вин, сейчас будет 21. Смотри. Сейчас десяточка 21. Сейчас у тебя семерка выпадает. Не-не-не-не. Да, 7, либо 7, либо 6. Ну, там валет, блядь. Главное, чтобы там не картинка была. Пятерка. Ну ладно, хватит. Будем надеяться, что там... Там восьмерка. 2-6, 2-6. Там восьмерка. Если восьмерка, то нам ГГ. Там восьмерка, Сань. Я не буду ставить. Ну, типа... Сань, я ее знаю, я ей позвонил, на восьмерку вытаскивает, Сань. Я ей дал гудок, Сань. Сань, уже смс-ка пошла, Сань. 2-6. Здесь 2-6. Блядь, двойка. И 18 было бы. 18 все равно мало. Ну, 18 мало, да. Камрадис, напиши мне ВК, пожалуйста. После 9-го ходила. Сейчас, сейчас, ребят, сама сейчас будете спамить свои коды, дизайн. Короче, я сейчас раздам еще деньги.
Я и так вот, блядь, выиграл, ебануть. И шестерка, нет, это перебор. Это перебор. Думали, король. Ну там манивай было. Тяжело. Так, давайте 1000 сейчас ставим. В Симсе я всегда дома мастерила. Гвин, 1000 или 1500? Гвин, 1000 или 1500? Гвин, 1000 или 1500? Гвин, 1000 или 1500? Да, да, я всегда ставлю. 1000. Да. Я говорил, 1000 или 1500? Ну вы тут о своем, я вам даже не мешаю, блядь. Хорошенькие мои, блядь. Мы просто о мирском говорим. Я понял. Тебе 22, да? Да. А ему 23, годик всего лишь. Блин, реально, да. Ты знаешь, а ты не хотела бы получить... Да, хорошо. А ты не хотела бы получить опыт-то? 2 десятки, и там пятерка. Смотрите, что делаем. Мы сплетуем, потому что тут пятерка. Мы сейчас, блядь, ебать-ебать разъебем. Давай, 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 давай. Туз сюда, сейчас, а блэкджака уже не будет. Сейчас десятку сюда ложит, и еще сюда десятку. Давай, сплит. Здесь нормально. Мы 1000 поставили, короче. Да, 8, 9, 10, давай. Восьмерка, хорошо. Это офигенно. Тут оставляем. Тут оставляем, тут добор делаем еще. Пятерка здесь офигенно. Понял? И когда выпадает король-дама, типа ты сплитуешь, ты можешь сплитовать. Но здесь должно быть не больше там шестерки где-то. Семерка это уже плохо будет, потому что там десятка, и ты уже проигрываешь. Хорош! 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 Ебать, давай перебор. Давай тут десятка, сейчас будет картинка и снова картинка. 25 перебор, и мы, блядь, мы просто плюсанули 2к. Давай. Давай. 5. А кто? Ничего, какой ты? Блядь, чел, блядь. Нет, чел добирал. Нет, чел добирал. А кто добирал там? Зачем добирать? А ну. Давай, давай, давай. 10 и 10. Просто переверни. Переверни десятку. Хорошо. И десяткой закрой. Либо девяткой. Пошел нахуй! Сюда бабки, блядь! Бабка не ори. Или пошла нахуй. Что, сколько? 500 тысяч? 1500? All in? Нет. Дай пятерик. Нет, это слишком дохуя. Три, ты же три штуки дали. Блять, я не успел нихуя вообще. Это хорошо. Скип. Сейчас мы 2,5. Скип. Да, скип. Да, скип. Сейчас хорошо. Смотри, давай, смотри. 2600, она 2600. Сейчас хуйню раздаст. Смотри, 2 и... Сань, смотри, да. Давай 5к это типа бетон, ну, несгораемое, что пацанам... Ты раздал уже, да? Да, я уже раздал, но я еще раздал. Тут 2. Смотри, 5к типа низ. Хорошо. Вот, и вот 2600 вкидывай. Сольешь, все, загуляемся. Поднимаешь до десятки, дальше раздаешь. А сколько раздаю? Ну, косарик раздашь пацанам. Я. Да хорошо, хорошо. Ебать, жестко только что затащил. Блять, и пизда. Это опыт, блять, блэкджека, да, кстати. А завтра, ребят, мы будем этот-то ебашить, как оно называется? Покер. Покер, да. Да. Завтра Sunday Million на $215, да. Завтра жестко будет. Там прям ночной стрим. Жесткий ночной стрим. Я, а блядь, и что, на тренировку я не пойду, получается? Походу, да. А ну кис, шо. Блядь. А мушка выскочит. А я уже думаю, блядь, какая-то хрень. Слушай, а тебе приятно, когда вот так вот ушко? Ну, когда долго без парня, все приятно, да не надо. Даже по волосам так бы. Хорошо, ладно. Смотри, 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 сейчас 4, сейчас накроет. Сейчас 5 и 10, смотри. Сейчас пятерку перевернет и десятку. Для головы? Да, да. Кто-то говорит, типа, охуенно. Семерка. Семерка. Блядь, кто буст? Вы че, Рофи? Так, а если еще придушить, вообще полностью. А, семерку достал. Это же вообще замечательный мир. Это с точки зрения, типа, ну... Когда слоты? Не знаю, нету слотов. Там баст, баст будет сейчас. Два человека баст. Баст. А? О, слоты. Крышку. Что? Вот это? Ой. Бля. Вот эту штуку? Крышку дай, блядь. И эту штуку крышку тоже давай уже. Смотри, смотри, я 20-ку достал! Блядь, это знак, это знак. Поехали. Саня, крышку давай. Какую крышку? Блядь, вот эту? Да. Ты ж так поехал. 2,5 ставлю. 2,5 ставим. Я, блядь, ребят, я ну, немного азартный, что-то делать. Я покер хорошо играю. Книги читал по нему, блядь. Ну, блэкджек читаемая игра тоже. Меня за карты как-то с кабинета 9 выгнали. 9 и десятку, пожалуйста. Ты хуйню. Нет. Ну, когда в шахматы играла 2, 9, с пацанами, все нормально. Блядь, 18. Ну, типа, не блядь, Гвин, шо? Сплит стой, бесплатно. Стой. Что-то сейчас сплит-то будет. Оставляем. У него десятка. Десятка? Если там десятка, короче, то у него либо на перебор надеется, блядь. Да. Либо на перебор, ну, да. Либо, блядь. Так зачем? 18 это хорошо, на самом деле. Зачем сплитовать? А сплитовать можно бесплатно, кстати. Надо было сплитовать. Туз, ебать, это двадцатка уже, блядь. Я дурачок. Да куда, Сань? Сейчас здесь пятерка. Там туз 9, это 20 уже бы было. Ну, понятно. Да, если бы не туз был, блядь, ну, надо. Типа, ну, да. Десятка уже есть.
Нет, там десятка может тут закрыть сейф, десяткой, да, мы сразу куда? Проиграли. Да, тут на сейф надо, блядь, было сейвить. Блядь, я засейвил. Ну все. Я засейвил. 8. Это 9 плюс 8, это 17, да? Да. Мне первый. Тебе нравится эта малыха? Слышишь? Она на тебя чем-то похожа. Вы... А ну, на денечки. На денечки. У меня и маска у меня черная какая-то. А, черную маску я злому отдал. Бля, я идиот, смотри, как ей хорошо идет. У меня училка такая, да? Бля, нихуя себе, я бы эту училку, да. Встав и вышел. Бля, пожалуйста. И вышел. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай, да. Пятерка. 5-6. 5-6-7. Смотри, 5-6-7 или мелкое что-то. 2-3-4, 5-6-7. Только не 8. Ну, 8 тоже пойдет. 8. 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, не это. Куда кто там добирает? Что-то кто добирает там постоянно? Он сплетнул, возможно. Возможно. Ты дурак. Не, пожалуйста, пожалуйста. Семёха, блядь. Сюда бабки, блядь. Все, раскидай пацанам, да и попаяй. Хорошо, погнали. Ебать, нихуя себе, я просто удвоился, блядь. Так, давайте, ребят, давайте всё. Свои этой монетки. Все, с тебя рэв. Хорошо, хорошо, без проблем. Так, подождите, подождите, стой, стой, стой. Зачем рвать, когда есть... Кто там, блядь, кому я не давал? Грин, вот этот вот. Не, рвать это... Грин Грей, так. А ну на. Кто, блядь? Айди пользователь. Грин. Гринго, гринго. Так, камрадец, камрадец ничего, вот эти, чертонос. На. Бужаник на имя. Раскидываю, раскидываю. Evil Rain. Надо читать, читать вслух. Чертонос. Ты уже давай получил. Кент. Кент тоже получил уже. Или нет? Нет, Кент не получал. На, Кент. На, Кентуха. Мне не кидали. Да, Юскин. Кидаю. Кто еще? Я вообще не ожидал. Чина. Чинаски, на. Ребята, а ну присоедините, кто два раза, блядь, получил. Кирилл, ты уже получил, ребят, ну не спамьте, кто уже получал, блядь. Не спамьте, пожалуйста, кто уже получал. Кто два раза? А вот маг, маг какой-то, а ну маг. На. Блядь, давай пивасику закинь, мне нравится никнейм пивасик. Какой пивасик? Да вот, пивасик, вот. Никнейм пивасик. Ниже, 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 вот, пивасик. А. На, пивасик, 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 лови, брат. Открываю пивко, наливаю в бокал. Да, в стакан, да. Кирилл получал, Кен получал, ну, говорю, не спамьте, блядь. Открываю пивко. Виво, а ну, Виво, иди сюда, Виво. Наливаю в стакан. Виво, каратель, каратель, сюда каратель. А ну на, а ну подождите, ребят. Короче, две с половой ставлю и все. Две с половой ставлю и все. 19x2, блядь. А, смотрите, там валет этот. А дай, дай мне вот. А, вот, вот, вот. Есть у меня. Да на, это пивай, ну что, булки надо. Да, на, какая. Блядь, дед, блядь. Мы сейчас, блядь, суши пожрем еще. Ну да. А потом в ресторан поедем. Слушай, не, какой ресторан? Слушай, ресторан. А здесь, а потом на кровать, хорошо? Бля, все закрыто, рестораны. Не, Сань, может быть... А, кстати, не, у меня Саня, есть номер, который Саня, откроет ресторан. Мы договорились, что едем с ее мамой знакомиться. С ее мамой? Да. А, я понял. Ну, хорошо, едем. Саня, ну, никаких ресторанов. Она хорошо отнесется. Да, да, так что, Саня, все. Ресторан отменяется сегодня, Саня. Смотри, блядь, посмотри, ебать, она выебала! Две с половой. Все, ребят, крайняя ставка, все. Сколько сегодня, блин, мы такой, знаешь, звук как после пати будет звенеть еще в ушах. Крайняя ставка. А можно нам модерки, водички и мне? Не, водичка, ты охуел, пошел нахуй, блядь. Памер ебаный. Так, и троечку, троечку либо четверку. 3-4, давай. Смешно, когда поставят. Валет, хорошо, хватит, хватит, мне хватит. Не хватит. Это ластовое. Типа, если там десятка, мы просто расходимся, у меня баланс будет 6, ну, почти 9 косарей будет баланс. И все, мы расходимся. Ну, тут типа 50 на 50 только сейчас. Если у меня сейчас какая-нибудь, не знаю, там 10 на добор 5, тебе типа пизда. Не, ну смотри, у нас что там, двойка, ебать, 19, это уже прикольно. Но я не знаю, это 3 человека всего лишь плюсовали. 3 человека, посмотри, блядь. 3 человека, ребят, всего лишь плюсовали. Это пиздец мало. Можно мне очки? Где мои очки?
Бля, мне так комфортно в очках, они типа, так десятка. Помню, все. Гайз, все, я сказал, last раз, вот серьезно, не заигрывайте, не заигрывайте. Никто ни разу не просил очки померить. А, это да. Все, гайз, спасибо большое, что смотрели. Спасибо большое, что смотрели, всем пока. Спасибо за донатики, спасибо за сабы. Сегодня очень просто жесткий день. На все выведи нас. Да, на всю нас выведи. Окей. Спасибо большое. Кому ты говоришь, Сань? Вот. Так, блядь, баба там говорит. Да. Все, спасибо. С вами была Аленорка. Норка, щелечка и так нет! Далее. Ну хорошо, это хорошо. Так, Гвин. Я думаю, Гвин, а ты что завтра делаешь? Я не ебу, что завтра делаю. Я тебе сказал, я. Смотри, я. Мы сейчас позвоним Вадичу, узнаем, что как. Да, да. Вадим стримит. Смотри, типа, завтра я не хочу поздно, потому что мне в 6 утра уезжать. Ну давай я в обед тебе этот что-то поделаем. Ну я могу к тебе приехать в обед. Хорошо. Можем что-нибудь, можем другую, блин, эту норку позвать. Норку? Бля, или эту норку. Ты хочешь завтра приехать? Мой? Ну, я могу. Ну, завтра жестче будет. Нет, завтра будешь раздеваться. Да, сначала будешь раздеваться. Сначала с твоей мамой познакомимся, а потом уже с мамой. Да. Я максимум пуховик себе сниму. А с мамой приедешь? Чтоб она раздевалась. Ладно, короче, ребят, завтра чекайте в инсте. Пельмешка, дай мне мою инсту, ребят, подпишитесь на инсту, там будет вся инфа. Всем спасибо сложно. Большое за стрим. Вот так вот. Поспамьте тык, его тык. Инсту. Да. Всех инсту поспамьте, ребят. Останьтесь в чате, кто хочет. Вот. Моя инста. Сейчас Аленорки будет инста и вина. Спасибо большое, что смотрели. Завезли для вас хорошего лайтового контента на вечер. Хорошего вечера. Блин, я думал сегодня «Кахание на выживание» постримить, но, ребят, скорее всего, нет. Что за «Кахание на выживание»? Это прикольная передача. Да, кстати, охуенная. Что? Давайте приеду, посмотрим завтра. Давай. Посмотрим. Бля, ну лучше лайтовенько вечером смотреть. Я вот вечером привык, вот и аудитория привыкла, вот мы именно вечером смотрим. А сколько? Бля, в 8-9 по Киеву. Если мы завтра не нарулим какого-то движа, я могу тебе приехать посмотреть. Хорошо. Потом от тебя я поеду на... Хорошо, а я тебе буду говорить, короче, как, что неправильно. Ну, будут спрашивать тебя твое экспертное мнение, в чем этот, я буду говорить свое мнение. Тупо. Потому что ну, у меня нестандартное мнение, понимаешь? Ну, видишь, у меня отличается. У меня, Сань, подход другой немножко. Я понял. Вот завтра подход... посмотрим. Ну, давай. Все, чатик, спасибо большое за сабы, за донатики. Спасибо большое. Все, давайте. Спасибо, что пригласил на стрим. Ну, чуть-чуть. Нет. Чуть-чуть. Через волос. Можно ручку? Через волос. Как джентльмен. Все, бы-бы. Сань. Грин, блядь, чуть, блядь, плюху не дал. Только что я, блядь, вижу, у него рука, блядь, уже заряжается. Все, ребят, все, всем пока. Ну, он так...